Ну что, здравствуйте всем, ребятки. Аланира, Здравствуйте. я, кстати, слышу у себя у тебя. Чего в смысле? Чего? Я Меня слишком что, почему? громко, в смысле? Да не орите, да что-то. Всем привет, всем привет. Звук будет, мы просто настраиваем, просто внимание, работают профессиональные стримеры. Да. Потому осторожно, пожалуйста. Всех рады видеть, ребят, кто не знал, кто не смотрел подкаст. Слушай, давай, наверное, начнем с нашей истории. Я думаю, что всем в первую очередь Не, интересно. давай начнем с того, что, во-первых, вчера компания в виде Никсфана, Чарли, Пятидоли и Хамстера, который тут вообще сбоку припеку, они, значит, 2,5 часа на стриме, я не знаю, прям с матов начнем, хуесосили нас, обсирали нашу аудиторию, говорили, какие мы конченые, я потом Тебя такие, аж Дискорд, все, мы... короче, такой пи. Хуесосили, хуе... Все услышали нас, хуесосили. 2,5 часа. И как бы, бля, ребят, извините, конечно, но вы обознались кабинкой, если вы считали, что мы там промолчим, придем с мировой, такие, о боже, ребят, давайте хватит, то нет, к сожалению вашему, вы слишком много пиздели, и еще раз к вашему сожалению, двойному, у нас есть пруфы, блядь, и не так. Ой, все, у нас пруфы, будет разъеб. 3,5 пруфа за 2,5 часа стрим. Блядь, у нас сколько там скриншотов? Уже 3,5 тысячи. Как Ну минимум. да, мы же не просто типа ходим и тыкаем людей пальцами, говорим, вот поверьте на слово, вот это оно. Да. Мы видим все по ладошке. На картах Таро. Так Да. вот, так, если спрашиваю, дайте уточнить, за капс мат мут или за капс не надо. Ну. За капс не надо, единственное, что сразу хочу попросить модераторов, давайте мы не будем банить людей только потому, что люди имеют другое мнение, люди могут иметь любое мнение, то есть это все нормально. Единственное, что провокации, хамство, ребят, если вы не хотите быть забанены, хотите какое-то свое мнение доносить, пожалуйста, Адекватно. немножечко, да, притупите, то есть адекватно. Алена, работай. Я ей просто тут модератор дала. Я уже привыкла, что она меня модерирует. Вот. С чего мы начнем? Да, мы пойдем в Начнем. хронологическом порядке, потому что мы не распыляемся. Бля, я, если честно, была спокойна все это время. Но я что-то начала, и что-то меня понесло, держите меня. Потому что у тебя хэ-хэ настроение, ты сегодня слишком была серьезной. Сегодня целый день. Аламира, ну хоть улыбнись, она. Подожди, я думаю. Она так сидела, думала, думала, потом. Знаете, как лампочка такая. А у меня же вот этот диалог есть, а еще вот этот диалог, а еще вот тут, а еще вот тут можно посмотреть. И Короче, было вообще. сегодня, ребят, забавно, вот честно. Да, кстати, знаете, ходят слухи о том, что ходят слухи, что мы с Аламирой два самых Да. скандальных Симера, и Нам по статусу положено, да, нам по идиоты. статусу положено, хотя на самом деле, понятное дело, что если так копнуть глубже, то мы, по сути, всегда только защищали свое. Вот и все, да? Да. Или чужое, А я что, свое. опять пропадаю? Ну-ка Нет, скажи. чуть-чуть. Не переживай, если ты будешь говорить какую-то важную инфу, я, короче, все расскажу. Смотри, а то если меня не слышат, Стрим сейчас уйду. сохранится, не ссыте, все нормально. Вот. У нас не будет тут никакой жести, не будет никаких перегибов, то Мы не есть. будем никого оскорблять, по крайней мере, постараемся. В смысле? А Не что, будем. будем? Нет. Ну мало ли, может, кого-то это оскорбит. Откуда я знаю? Ой, ну да, их же все оскорбляет, даже Ксюшина. Да, даже мои видео оскорбляют. Да, Вот. все, значит, будем оскорблять, Короче, извините. начнем для тех, кто не смотрел подкаст. Я думаю, что вообще такая кратенькая предыстория, что вообще произошло. Я давно обещала подкаст на своем канале, собственно, он недавно вышел. И это будет, кстати, мне кажется, локальный мем, ходят слухи, что ходят слухи. Вышел подкаст, в котором я как бы спокойно объяснила самый часто задаваемый вопрос, понятное дело, долгое отсутствие на канале. И я в нем объяснила, что вообще произошло, что как. И я, главное, дважды
дважды за подкаст сказала, что сейчас у меня в жизни все отлично, все классно, то есть я не испытываю какого-то негатива, я не испытываю какой-то потребности к срачу, я не испытываю никакого желания с кем-то ругаться, у меня все хорошо, не знаю, я очень рада, что у меня вот наладилась жизнь, что я помирилась с многими людьми, кстати, не только с тобой, Ламира, помирилась, я еще и с Санчезом, кстати, помирилась, мы очень долгое время состояли тоже не очень хороших отношениях, а потом как-то вот тоже так раз, и все, и мы, в принципе, мы на нейтрале сейчас, то есть у нас нет какого-то негатива друг к другу, и я, в принципе, сейчас со всеми людьми, с которыми у меня даже были какие-то, вот, возможно, плохие отношения, испортившиеся, вот они настроились, и сразу хочу сказать, наверное, блин, я хочу начать с нашей темы, давай что-то хорошего начнем. Нет, а давай пойдем по порядку, может, еще дойдем. Там будет это, что там, злые сучки. Да, шлен, вот шлен, да. Санчес, шлен, вы помните этот прикол. Кто не смотрел, тот посмотрите, как мы играли вместе в PUBG с Лизой Кот, Санчесом и так далее. Было очень забавно. Вот. Поехали. Поехали. Не будем долго трындеть. Да, короче, начнем с того, что. Понятное дело, что симбирское сообщество, как и любой коллектив, имеет свои тайны, имеет свои секреты, и каждый вам будет рассказывать на свой лад, на свой какой-то взгляд, и т.д. и т.п., но обычно все это стараются не агитировать. То есть никто не хочет сталкивать аудитории друг с другом, и я сама против этого, но бывают такие ситуации, когда, вот особенно если ты понимаешь, что тебя за глаза начинают чем-то крыть, при этом в не очень лестной форме. При да этом, уже не за глаза. Да, причем не за глаза, в глаза, и при этом... Блядь, я даже не знаю, как это объяснить, ну, короче. Все, кому надо, все уже все видели. И понятное дело, что... Когда ты вроде как ничего не рассказывал того, что чего-то личного и так далее, а потом, например, тебя что-то выливают, причем очень много выливают пиздежа, хочется перед своей аудиторией. Так, блин, у всех симеров, в принципе, одна аудитория. Я знаю очень много человек, которые смотрят и меня, и Аламиру, и всех остальных ребят, которые уже тут упоминались. То есть аудитория, в принципе, общая. Понятное дело, что у кого-то смотрят больше, у кого-то смотрят меньше. На вкус и цвет, как говорится. Но я хочу рассказать свою точку зрения. То есть меня вот товарищи в подкасте у Николая обвинили в том, что якобы я вот тырю персонажей там у Мсана Чарли, и вот я взяла такая вот стырила. Началось все с того, как было уже сказано у них у самих в подкасте. Вот в далекий 2015 год. Переключай сцену. Ксения Лесплей с Тирилом Сана Чарли этих персонажей. Подожди, сейчас дойдем до этого. Я на тот момент, если вы смотрели мои плейлисты, доматывали до старта моего канала, вы должны знать, что у меня канал начинался не с Симса. То есть это не было, что я там смотрела целую кучу ютуберов по Симсу, потому что их, по-моему, вообще тогда практически не было, было очень мало человек. Ты уже тогда снимал, Арманиус снимал, Чарли снимал. Ну, короче, очень-очень маленькое количество было, это я... потом со всеми ними познакомилась, но в тот момент я просто решила снимать Sims, потому что, ну, блин, мне захотелось вот переключиться с остальных игр на конкретную игру. В Sims я играла с самого там детства, как и многие, и как-то вот захотелось реализовать себя в этой сфере. Чтобы вы понимали, я не смотрела никаких ютуберов, никаких там их проекты и так далее и тому подобное, я просто начала снимать. Снимать то, что считала нужным, то, что, там, не знаю, встретила на американском каком-то ютубе, уже впоследствии, когда начала изучать, понятное дело, вот этот рынок симмерской продукции, боже, я говорю, как какой-то менеджер-задрот. И была на тот момент очень популярная фишка, что, типа, вот скидывайте персонажей для проекта, она по сей день тоже бытует, скидываем персонажей для проекта, я буду этих персонажей использовать. У меня и по сей день у меня были такие ситуации, что очень часто скидывают не своих персонажей, то есть берут и перекачивают. На тот момент у меня еще была пиратка, да,
Я пользовалась пираткой. Сейчас я использую лицензию, понятное дело. Кто старичок на канале, то должен знать, что мне все дружно собирали лицензию где-то 3 года назад, еще начиная с первого такого громадного стрима на канале, когда я стукнула 30к. Но на тот момент, когда я начала снимать Sims, у меня еще была пиратка. И вот... Да, давайте немножечко темного прошлого, Ксюша. И вот... Я, понятное дело, оформила альбом, в котором написала, что типа вы можете скидывать персонажи для проекта, я их буду использовать. Какие персонажи мне понравятся, я им напишу историю, и как бы все будет путем. Я действительно потом продумывала сюжетку, т.д. говорю, заинтересуйте меня ими. Я их как-то переделала, то есть, ну, попросила помощи у подписчиков, в принципе, ничего сверхъестественного в этом нет. И мне скинули. Чьи это персонажи, действительно ли они этого авторства. Понятное дело, что это не галерея, что мне скидывали это все в архивах. Я в душе не понимала, чьи это, какие-то. То есть я, в принципе, на тот момент, вот что мне скинули, то использовала. Мне понравились 2 персонажа, я решила их использовать, а по факту оказалось, что это персонажем Сана Чарли, как я уже потом узнала. Причем я сняла 8 серий летсплея, и ко мне набежала целая толпа каких-то людей, ну, понятное дело, что подписчики, скорее всего, человек написал, либо пожаловался к своему модерскому составу, либо написал в группу, я не знаю, я на тот момент даже группу не смотрела, то есть я даже не в курсе, и начали меня засирать очень сильно под видео. Очень сильно я схлестнулась в комментариях с Хамстером. Я на тот момент понятия не имела, кто это, просто человек приходит, начинает меня как-то засирать, я не понимаю, почему меня засирают, я начинаю как-то это все выяснять, понятное дело. Да, стрим сохранится, ребят, не переживайте. Вот, я начала это все выяснять, по итогу мне написал Михаил. Сейчас. Вот, мне написал Михаил, и как бы, в принципе, мы с ним это все дело обсудили. То есть, сейчас... Значит, скриншот number one, вот, кому интересно, то есть мы начали выяснять, что случилось, т.д. и т.п., всем, кому интересно, вы можете это почитать, человек написал достаточно адекватно, и, в принципе, он объяснил, что, как и почему, у нас с ним произошел очень адекватный разговор, вследствие чего я объяснила свою точку зрения, он объяснил свою, да, стрим будет разговорным, ребят. И поиграем, кстати, кому интересно, серия младшей сестры выйдет завтра. То есть я, как и обещала, каждое воскресенье младшая сестра будет на канале. Поэтому, если вы хотите посмотреть Sims, то вам не на прямой эфир, а завтра приходите, будет серия младшей сестры. И, в общем, с ним закончился разговор адекватно. То есть мы сошлись на том, что так как... Ну, то есть мне скинули пруфы, ну, сказали, типа, пойди посмотри, это еще мы вот с Хамстером переписывались, к сожалению, этой переписки нет, потому что вы дальше сами видите, что он почистил, понятное дело, переписку, потому что она была очень хамская с его стороны на Ютубе, и я посмотрела, то есть мне предоставили доказательства, сказали, вот иди посмотри такой-то летсплей, я зашла, посмотрела, действительно, как бы, вот начала гуглить, потому что ситуация была очень некрасивой, очень неприятной. Я посмотрела ЛСП, действительно, это были персонажи Ани, которые я вообще тогда вообще не знала даже, кто это. И вроде как вопрос был закрыт на том, что я указываю в описании к сериям, что так и так, серия, в серии использованы персонажи Сана Чарли, и как бы на этом все. Вопрос был закрыт. Но пока я, получается, подписала первую серию, мне потом трепали нервы, мне чуть ли не каждый день писал Хамстер, писал полнейшую ерунду. Так, подожди, Аламир, а у нас там чё? Давай я посмотрю. Посмотри, сейчас. Пожалуйста, да. То есть он писал, трепал нервы, то есть я молчу про оскорбления, которые там были, то есть изначально был диалог. То есть я сказала, что да, я тоже понимаю. Миша. Тоже Миша, да? Вот, сейчас вам второй скриншот покажу. То есть можете потом, то есть все это остается. А вот, вот наверху пишет про ссылки, собственно. Угу, угу. Вот, да, надеюсь, в ближайшее время в описании появятся ссылки, спасибо. То есть вот это вот мы все выяснили с ним. Но параллельно мне, понятное дело, писал Хамстер, и мы очень сильно с ним ругались.
Потому что человек вел себя очень адекватно, а я, как и думаю, Аламира, мы себя как бы в обиду не дадим, и типа вообще не важно, что как, какого черта ты меня вообще позволяешь себя оскорблять. Вот. Что там у нас дальше по скриншотам с хамстером? Аск. Сначала Аск. А, да, вот. Мы потом переместились с хамстером. Почему сохранился диалог с хамстером? К сожалению, не сохранился диалог с YouTube, потому что, как я уже сказала, он был удален, вы дальше увидите на скринах. Вот был у меня диалог, да. И у нас начался с ним диалог с того, что мне... Что? Хороший вопрос в чате. Кто такой хамстер? Это... Люди не понимают. Это парень Мусана Чарли, который везде сует свой нос, куда вообще ему, блин, вход заказан. Все, продолжай. Все. Небольшое уточнение. Так вот. И мне приходит на Ask вот такое вот сообщение. То есть, ну, раз вы уточнили в описании, что симы были взяты у другого человека, то можно сказать, что разногласия в прошлом. Если бы вы сразу сказали, что симы не ваши, все было хорошо. Но, тем не менее, вы, наоборот, сказали, что вложили душу, всю душу в симов. А так, ваши летсплеи очень даже интересны, и успехов вам. Было сказано верно, что комментарий не был подписан. Но о нашем разговоре знали либо какие-то местные модераторы, либо вот, то есть и меня постоянно велась во время вот этого всего выяснения, велась беседа цивилизованная с Мишей, который был модератором. И это как его, господи. И очень хамская с хамстером. То есть беседа с хамстером, сейчас вы увидите дальше. То есть я ему отправляю какой-то разговор, говорю, все, в принципе, я как бы ссылки выставила, вопрос вроде как закрыт. То есть я говорю, вот еще ваша Аня, скорее всего, мне написал на Ask, т.д. и т.п. Вот сейчас дальше мы переходим. Можете посмотреть этот волшебный просто диалог, где человек ведет себя как настоящий джентльмен. Вот, Данил, не долбись в глаза, пруфы, вот, просто каждое слово. Да, мы, в отличие от некоторых, реально, блин, мне было очень влом столько времени на это тратить, но просто каждому их пиздежу я нашла пруфы. Все. Как бы больше никаких даже вопросов. А, я сразу хочу сказать... Аламир, подожди, ты пролагала. Я хочу сразу сказать, что... Вот, я, собственно, и говорю, мы за адекватность, мы не будем банить, если вы просто против нас. Но если вы начинаете писать какие-то маты, какие-то оскорбления, вас забанят, потому что вы не уникс. Окей? Вы нам не тут шлюшины дела не нужны, как бы. Да, вы не уникс фана. Просто тебя опять что-то замьютило. Чё такое Дискорд, блэд? Сейчас выйду и зайду. А ну давайте, выйдите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас дела? Отлично. Я буду много раз заходить и выходить, потому что Дискорд — говно. Потом Скайп. Окей. Блин, знаете, начинали со Скайпа все, короче, потом начали говорить, какой Скайп — говно, перешли в Дискорд, Дискорд изговнякался, все теперь говорят, что этот, как его... Боже, как его называют? Забыл. Ну, короче, новый какое-то тоже средство связи появилось, все говорят, вот там вот отличное. Ну, мы останемся пока в Дискорде, ладненько. Так вот. Да. Я думаю, что все, кто хотел прочитать, в принципе, прочитали, и вот, в принципе, вся беседа, то есть вот здесь вот нету кусочка, где вот третий столбик, нет кусочка, там Миши, но я просто процитировала Мишу, то есть там ничего нового нет, и с Мишей разговор вы видели чуть-чуть раньше. Так, дальше продолжаем. Вот, продолжение, собственно. То есть все у нас закончилось на том, что я сказала: окей, окей, хорошо, говорю, я не права. Вот я написала: я не малею, что, блядь, я не имею и не имела ни малейшего желания что-то у кого-то переть и что-то там с кем-то выяснять. Мне это сейчас вообще не нужно. Я сожалею, что так вышло, и постаралась сделать все от меня зависящее, чтобы внести коррективы тогда, когда их требовали. Если бы я и начала... Ты даже извинилась. Да, да, я даже извинилась. Если бы я начала объяснять, как вообще все до этого дошло, то мы бы вообще запутались бы в пруфах, фактах, времени и прочем. Потому что мне там постоянно, типа, он говорит: ты что, больная, ты что, конченая? То есть это еще все, что тут вот ВКонтакте, это все детский садик на Лужайке, потому что основная часть какого-то говна была вылита за просто так на самом Ютубе в комментариях.
Вот. Потом давайте просто придем к общему знаменателю. Я виновата, как ни крути, как могла, исправила. Надеюсь, на этом спор подойдет к концу. То есть... Вот он пишет, уже подошел, комменты с препирательствами я уже убрал, это, собственно, те самые комменты с Ютуба, то есть, и я написала спасибо, передаю они извинения, я действительно думала, что Васки написала она, и конфликт еще 4 дня назад исчерпан, то есть человек вроде как сказал, что типа, все, конфликт закончен, то есть реально было место того, ну, место тому, вернее, что да, вот я использовала там персонажей, но мы это решили, то есть это не то, что там как кто-то преподносит, что я там что-то украла, сперла, т.д. и т.п., то есть вот, все. Изи. То есть я надеюсь, что на этом мы тему закрыли. Кому будет интересно, я как бы стрим оставляю, вы можете прекрасно почитать и сделать свой вывод. Миша — это бывший, ну, я так понимаю, бывший, потому что я сегодня смотрела, я не нашла. Модератор Умсана Чарли. Вот. То есть конфликт закончился вот так. Я пыталась его урегулировать максимально хорошо. После того, как тема была закрыта, то есть вроде как никаких претензий не осталось, меня продолжали поливать грязью уже в группе у Ани, то есть мне очень часто подписчики скидывали, что меня там, извиняюсь, хуесосят, тот же самый хамстер по мне проходился очень много раз, очень много нелестно, к сожалению, это все очень многое почищалось. Понятное дело, что на тот момент эти ребята, ну, хамстер никогда, а Аня еще так держала лицо, и такие вещи удалялись. Я знаю это точно, потому что мои модераторы вступали с ними в конфликт, то есть это все было видно для всех на виду, то есть как бы, понятное дело, что широкой аудитории я это никак сейчас не докажу, потому что все удалено, но, в принципе, многие люди об этом так знают. Вот. Что еще? А, ну и плюс то вообще как подали, что типа я какая-то конченая ебанатка и придумала какую-то Аню, которая мне написала в Ask, и сейчас продолжают это втюхивать людям, типа, посмотрите, она вообще типа дурная, больная, конченая, но это, я не знаю, это немножечко у человека с головой не все в порядке. Это что касается ситуации. То есть я не буду вас как-то настраивать, Знаете, как повела себя Аня? Вот фишка в том, что я летсплейщик, Аня летсплейщик, и знаете, что самое интересное? Писал мне кто угодно, кроме самой Ани, то есть она до времени, ну, до поры до времени, это сейчас она уже такая стала боевая, потому что раньше вот она и хамстер, да, а сейчас у нее там целая компания, которая за ее спиной, и, типа, можно, блядь, повыебываться, понятное дело, в толпе там поорать, порассказывать какие-то истории. А на тот момент она пряталась, как раньше, ну, за спинами своих мальчиков, модерации и хамстера, и все, то есть она никак не отсвечивала. То есть, знаете, я не думаю, что когда два человека живут вместе, Аня не в курсе, и Аня не видит, что он мне пишет. Вот серьезно. То есть человека никак не остановило, что, по сути, такое хамство на вполне адекватный диалог происходит. Вот. Нет, речь идет о Умсане Чарли, не об летней. Вот. То есть, вот, пожалуйста, вам полный конфликт, как он был, то есть, мне сказали, по итогу я вообще удалила этот летсплей, потому что, понятное дело, такой какой-то бред постоянно несли, постоянно какой-то, блядь, поливы говном непонятно, хотя мне сказали, да, окей, все, вопрос решен, но мы польем тебе говном еще несколько раз, поэтому... Через несколько лет. Да, через несколько лет еще раз польем, еще раз расскажем эту историю, но немножечко по-другому. Хотя, вот, все, мы все решили, но давай мы тебя еще раз прохуесосим по этому вопросу. Вот. Стрим сохранится, ребят. Чё? Тут же не что-то там такое запредельное. Просто, знаете, вот я всегда, вот тоже, когда начинала заниматься Ютубом, была на стороне того, что зачем выносить конфликты. Но получается так, смотрите, если бы мы сейчас, да, например, не запустили бы стрим, не разжевали бы эту серию, господи, это я уже думала о нашей сестре, не разжевали эту серию, блин, Санта-Барбары, что вообще происходит в этих симмерских кулуарах, то в любой бы следующей ссоре это бы опять припомнили,
Да вообще в любом вопросе. Они бы каждый раз вспоминали, каждый раз. Эта ситуация реально несколько дней, лет длится. Это не закончится никогда. И мы просто сегодня собрались здесь с вами. С желтой гитарой. Нахера себе. Чтобы вот реально уже пропруфить, и уже, ну все, ну уже не отвертится. Мы ничего не переворачиваем, реально мы показываем скриншоты диалогов. Если там вдруг кто-то сомневается, что это куда, это жоп, то, пожалуйста, пишите в личные сообщения, кому угодно, мне, в группу еще. Мы перешлем, нам не сложно. Мы люди не гордые, времени у нас много, наверное. Перешлем вообще без проблем. Поехали дальше. Сцена номер... Дальше. А, нет, подожди. Посмотри, короче, в этот... На пункт 2, 3, и только потом у нас идет 4. У нас много пунктов, знаете, мы подготовились, мы не как некоторые. Сейчас, подожди. То есть надо посмотреть. Я не готовилась. Я нахлебница. И вообще, Ксюша пиздит персонажей Умсана Чарли, а идею Аламиры все отошли. Да. Мы разделили это. Да. Извини, Аламира. Да ладно, чё. Да пизде, да? Мне не жалко, да? Так, значит, приходим к пункту 2. С этим все понятно. Дальнейшее обвинение, короче, там еще ребята говорили, что типа так и так. Привели в пример нескольких симов, сказали, что типа вот, типа плагиат, действительно похоже, я не буду отрицать, действительно сходство есть, но начнем с того, что, во-первых, это было снято очень давно, то есть те примеры, которые приводились, ну, третий скриншот вообще мы не обсуждаем, там сходство чисто, короче, прическа, это волосы. Вообще бред, волосы синие одинаковые, внешне все это, никак не внешне, да, внешне вообще никак не похоже. Первый два скриншота, один как бы очень похож, но надо понимать, что на тот момент, когда выходило это видео, не было большого количества доп-контента, как его есть на данный момент. То да есть, и сейчас нет. Ну смотри, Аламир, оно когда выходило, игре было где-то, ну, год. Может быть, чуть-чуть больше. Сейчас уже 5 лет. За эти 5 лет столько уже контента выпустили, что это просто трындец. И типа, о чудо, каким-то образом контент совпал. Ну, если там за бабу, которая там не показывает, типа, вот, как один, идентичность, похер, вы не считайте, как хотите. Спиздила, так спиздила, мне, типа, все равно. Меня больше всего в этой истории триггернуло, что Мсана Чарли заявила, внезапно заявила. Вот человек мне чуть глотку не перегрыз с помощью своих, там, парней, модераторов за персонажей, которых я якобы использовала в летсплее. Но он, блэд... Молчал, сколько столько получается? Лет, три года. Три года об этом. И только сейчас я услышала просто гениальное заявление. Оказывается, моего Джорджа Бейкера сделала Мсана Чарли, а я спиздила. Да, взяла персонажа. Даже не переодела его. Даже не переодела. Вот было, вообще никто ничего не замечал, ничего... Только, короче, проект, именно на хайпанувшем проекте, хотя я вообще даже не ожидала, что, блин, такие просмотры будут. Я его снимала просто чисто как обзор «Жизнь в городе». Я думаю, ну вот там история какая-то. То есть я заселила в банальную квартиру, просто, ну, короче, я даже не думала, что там что-то какие-то просмотры будут. Но на тот момент никаких претензий не было. Сейчас резко под шумок, под хайп какой-то, резко появились претензии. И претензии в том плане, что вот одинаковая прическа, одинаковая куртка и вот одинаковый там типа посыл. Я такая, что, чего, извините. Ну, типа, это, знаете, из той же оперы, как вот любая рыжая девушка, это Эми. Ну, реально же Эми, ну что, ты будешь спорить? Это же любая рыжая. Мне написали, что вот в моей последней серии «Сестры» вот эта рыжая девочка, она похожа на Эми. И, Алмира, прости меня, пожалуйста. Да ладно, не жалко. Что я у тебя спиздила Эми? Она же тоже рыжая. Что я только заставила этого бедного персонажа делать с Итаном? Что они там творили? Ловать через маску. В еще одну маску! Не, ну в смысле, у них был секс? Это, в принципе, наверное, понятно по катсцене. Нет? Это спойлер. Это спойлер, у них был секс. Так вот. И он даже не снимал маску при этом. Шаловливый мужик какой. Так вот. Это из той же оперы, что вот снимаешь прическу,
Что-то как-то вот... очень многие у меня ребята возмущались, типа, вот, верни Джорджу прическу, потому что, типа, старая ему идет больше. Он стал вообще на себя не похож, мне писали. И я вот замечаю, что мы даже с Ритой, я рассказывала тоже Ламире эту историю, мы с Ритой когда делали переодевашки, и там тоже создавали персонажа, надели одному из парней, ну просто там же, не, ну ты же не знаешь, как выглядит на персонаже, клацаешь, 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 мужские прически. И мы надели прическу Эрла. И мы такие смотрим, смотрим, смотрим. Я говорю, Рита, ну нахер, говорю, еще скажешь, что похож на Эрла, блин, сожрут! Хотя персонаж вот вообще, ну, не нет, туда, давай еще не раз, туда. Факт схожести образов да, есть, да. Это безусловно. Угу, да. Но никто, ну, блядь, не брал ее персонажа и не переделал. У меня на тот момент только лицензия появилась, кстати. Это вообще прикол в том, что, кстати, блин, ну, у всех стиль, ну, Ксюша свой стиль, у меня свой. Мои клоны морды можно стиля. Всегда узнать. У меня нет мне стиля. Кажется, это персонаж в стиле Ксюши. Ну, я не знаю. Смотря какой. Может быть. Понимаешь, в чем фигня? Во-первых, начнем с того, что я никак не могла скачать, потому что у меня только к тому моменту появилась лицензия. Я не могла скачать ни персонажей для проекта «Веселимся вместе». То есть это как бы, ну, хоть немного, да, подтверждает, я надеюсь, то, что мне их скинули. Потому что у меня не было лицухи, мне их скинули архивом. Я бы никак не могла бы их скачать из галереи. Амсана Чарли не выкладывает их. А кроме пишешь, галереи. Что Джордж и вот тот чувак, они идеально похожи. Возьмите сейчас Джорджа, никто не менял его черты лица, просто поменяли прическу. И посмотрите, они идеально похожи. Типа, мне вообще кажется, вот этот острый подбородок, пухленькие губки, злые глазки. Это, блядь, все Симеры делают. Угу. Посмотрите на моего Эрла. Ну, то есть, реально, знаете, я понимаю, конечно, что люди бывают разными, но вы реально считаете, что я, типа, настолько тупая, чтобы вот так вот главным героем взять, особенно после уже конфликта, взять чьего-то персонажа, такая засунула, типа, бля, назову никто его... Не догадается. Никто не догадается, короче. Вот так вот я ему только нос чуть-чуть поменяю, и никто не догадается, вот конкретно. У меня есть стрим... где я создавала персонажей для младшей сестры, блин, я не знаю, он да. Закрыт или нет, вот он, там, короче, есть персонажи, они в таком же стиле, как Джордж, то есть это Валентайн, это Курт и так далее, и вот с ними, вот, по сути, такой же стайл, как у Джорджа, там я делаю этих персонажей с нуля. Давай подожди еще раз для тупых, потому что, мне кажется, они не поняли факт. Идентичных образов. В смысле, ну, использована, да, прическа? Типа, да. В смысле это отрицать? Одна и та же куртка, ну и что? Это что, запрещено законом что-то использовать? Всякое. Нет, такое. Подожди, можно сейчас еще опять возвращаясь к тому, что на тот момент, это было хер знает когда, допов, особенно мужских, сейчас, тогда непонятно, это не ее, зачем ты извинялась? Это, господи, когда путают одного с другим. Пишет девочка, он тоже извинялся за то, что это ее... Джордж не ее персонаж, это никогда не было извинения, речь шла о совсем другом проекте, алло, ребят. Там был другой проект, другие персонажи. Сейчас еще давайте это спутаем. Была пиратка, ей скинули, ей предъявили за это, все урегулировали, все, Ксюша даже извинилась. Они вот это каждый... Так, прошло еще полтора года, давайте еще раз это вспомним. Сука, вы либо уже решили этот вопрос, либо не решили. Какого хрена вот каждый раз это, значит, корзину с грязным бельем доставать, на дно рыться, вытаскивать? Как бы ладно, все, про второй пункт мы тоже уже сказали. Не, ну просто я хочу сказать, это что не было какого-то очень большого выбора контента для мужиков. Эта прическа на тот момент как раз вот хайпанула и вышла. То есть автор как раз ее сделал. И я использовала эту прическу еще в кассе в одном, ну типа, блин, чё. И мне писали, да. Кстати, Аламира, вот что самое забавное, в этом кассе вообще они ни капельки не похожи, ну то есть только прической, да, но мне писали, что это Джордж. Ну то есть... Ну это да, это понятно, это же стандартно. Это как каждая рыжая Эми. Главного персонажа, да, и все, это будет точно он. Ирма, Эрл и так далее. Эми хотя бы, ладно, еще волосы меняет периодически, но она просто рыжая. Еще я хотела сказать, мысля, вернись, я все прощу. На самом деле, если бы я использовала персонажа другого человека, что? Там было бы написано, что персонажа сделала, а Ксения изменила. То есть да. Это тоже как бы легко посмотреть. И, по-моему, эту куртку даже я использовала. И, по-моему, даже да, на Эрле. Да. Прости меня, использовала эту куртку. Мне так стыдно, просто пиздец. Угу.
А пирсинг, по-моему, это вообще единственное, что можно было найти годное, это пирсинг про Лине. И я его использую по сей день. Типа на разных персонажах. Ладно, все это уже понятно. Давай к следующему. Новый пейринг... Ну, реально, уже вот разжевали. Да-да-да. Новый пейринг родился Эрл Джордж. Прости, Эми. Прости, Габи. Мутите лесбийскую любовь. Ну, а что, вон Эми и Габи на арте вместе стоят? Они, да. Такие, они за ручку держатся, просто никто не видит этого. Сделайте мне арт, где Эрл и Джордж. Вот Габи и Эми есть, теперь Эрл... Слишком сложное имя для моего языка. Эрл и Джордж. Блин, я на самом деле, когда снимала летсплей за кадром, у меня, когда мама слышала, как я говорила Джордж, она постоянно типа рофлилась в меня. Джордж! Вот это вот свинки Пеппа. Джордж! Я говорю, мама, встань. Блин, ладно, давай все. Да, вот, кстати, пишет Елена, помнишь всегда Элька? У нее в династии Дисней есть Себастьян с прической, как у Джорджа, но что-то не было никакой реакции. Так вы знаете, в чем прикол? Не было вообще такой реакции до этого. То есть человек, если человек искренне считает, что кто-то у него упер персонажа, почему мне, вот как в прошлый раз, ничего не написали? Почему не написали мне в личку, типа, эй, слышь, сучка, ты сперла у меня персонажа? Сейчас это вот резко, когда понадобились какие-то пруфы и... Обосрать, когда обосрать, да, резко нашлись какие-то, типа, сходства. Называется, когда кончаются аргументы, надо высосать из пальца. Надо вспомнить все. Ага. Вообще. Все, давай уже к третьему пункту, а то на реально сейчас еще 25 минут. Бля, я могу разговаривать долго, извини. Ну, это понятно, да. Это мой минус. А, нет, мы еще тут не... Нет, про тюрьму и тупорылую хуйню. А, да, про тюрьму и тупорылую хуйню. Нифига себе, ты стихами заговорила. Да. Короче, тюрьма. Значит, ребят, смотрите прикол. Опять-таки у нас случилась ситуация. Это уже после того, как мы с Колей поругались. Это, кстати, перескочили, получается. Ну ладно, мы когда с Колей поругались, уже вот это вот все было, уже выяснили вот это все срачи-пересрачи, уже они написали на меня письмо, т.д. и т.п. То есть вот это уже все произошло. Он мне добавил ЧС, и представьте мое удивление, когда через время мне высвечивается, короче, в похожем, ну, типа, как в рекомендованных, типа, Никсфан, тюрьма. Я такая думаю, типа, в смысле? Думаю, зайду. А понятное дело, что идея не, типа, дохера оригинал, и я, кстати, в первой серии, не в нулевой серии, где был знаком с персонажами, а в первой серии, если вы смотрели этот проект, если не смотрели, можете пойти посмотреть, я говорила, что, типа, идея не оригинал. То есть, это, знаете, это глупо что-то обычное назвать оригинальным. Ну, типа, в тюрьму играли все, я еще играла, когда Sims 1 у меня был. Я просто брала, закрывала их, устроила дом, короче, коробка ламера, так не развлекалась, строила, короче, дом-коробку, заводила туда людей, и мужикам ставила, короче, женские двери, а бабам ставила мужские. Они махали ручками, не могли пройти. Я такая, ха-ха-ха, вы заключенные. И, короче, типа, делала офигенно крутой, типа, как комнату, и туда заселяла, типа, якобы надзирателя, и вот они там все мучились, там усекались, с ними там что-то творилось, он там их, типа, обижал, ругался с ними. Такая, типа, знаете, тюряга на минималках, вот, которая уже 74 потом происходила. Я и кладбище строила, фигарила людей и строила кладбище. Боже, чем я только занималась 71? Ох уж эти шальные... Это идея Джеймса, и это было сказано в первой серии. Нет, подожди, идея не Джеймса. Идея, типа, ее может использовать любой. Так-то. То есть, мне кажется, и для Sims 3 был такой челлендж. И для Sims 2 нужно просто порыться по форумам. Но если это придумал Джеймс, то как бы бога ради. Нет, окей, он самый популярный. Так скажем, кто это вообще для четверки продвинул? Это Джеймс. Правило. Джеймс, хочу сказать сразу, что я не знала изначально, то есть я такая думаю, типа, блин, я уже не помню, как это все начиналось, но у меня где-то это есть в переписке с кем-то, блин, я поищу, что-то мы рофлили с этой тюрьмы, я что-то говорю, давайте, я сделаю, типа, проект тюрьма, я, типа, сделаю правила, типа, расписание, там, все дела, вот, и я сделала какой-то, вот, ну, пример правил, и начала искать тюрьму. Я не строитель. Аламира, блин, знает. Я строитель, это для меня предел, мой максимум, это коробка.
То есть я не умею, я постоянно либо скачиваю, либо хожу с протянутой рукой, коллеги, подайте на строительство. Я не умею строить, то есть это как бы, ну... Возможно, если бы я сидела много часов, там, задрачивалась, изучала, возможно, я бы научилась строить, но у меня нету на это времени, я не умею строить, то есть реально у меня мозг так не работает, к сожалению. И я начала искать, где скачать тюрьму. То есть я реально начала париться, начала искать, и я нашла этот участок, и я думаю, о, блин, прикольно, как раз похоже, и это изначально, это был участок, ну, не целиком, то есть не такой, как он в летсплее, только часть его принадлежит вот этому как раз, кому ты говорила, Джеймсу, или как его там зовут, я, честно, даже в душе не гребу, кто это. Ну да. Вот, но, короче, и я об этом сказала. То есть я об этом видео говорю, что так и так, как бы сама постройка, она не моя. Но челлендж от первой буквы до последней, именно тот, который написан у меня в группе, который находится на Ролисиме, написан конкретно мной. Не опираясь ни на какой, ни на перевод, ни на какие-то там чужие разработки. Это конкретно мой челлендж. И я эту же систему сделала не только в тюрьме, но еще в модельном агентстве. Если вы смотрели модельное агентство, там такая же система. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, раз расписание у девчонок, то есть это одна система, ее в таком широком, по-моему, никто такую систему не использовал, честно, я не возьмусь тоже говорить, по-моему, никто, ну, в общем, я вела это для своих проектов и основывала на этом челленджи свои, вот, я не отрицаю, что кто-то мог написать еще какой-то вариант тюрьмы, кто-то мог написать там какую-то, ну, вариацию, понятное дело, то есть тематика, ну, пишите, что хотите, на одну и ту же тему. А мы с тобой, когда начинали общаться вообще, Ламир, ты, по-моему, тоже мне сказала, что что-то хотела такое, но я тебя опередила. И ты такая, вот черт. Вот, я помню. То есть какие-то мысли и идеи тоже были, ну просто кто-то успел. А я с твоим лагерем у меня такое было. Дайте я говорю, женщина, я хотела тоже снимать лагерь, а тут что ты такая умная? Симирша писала в Твиттере, Пиранья, по-моему, бля, прости, если не ты, что, типа, пока ты обдумываешь, как реализовать свою идею, ты потом смотришь, как ее реализует кто-то другой. Типа, если ты долго думаешь, вот, как реализовать свою идею, ты потом смотришь, как ее реализует кто-то другой. И это, блядь, столько раз между мной и Ксюшей, даже когда мы не общались, проскальзывало, что, ну, блин, неудивительно, что тюрьма пришла в эту голову. Ксюша, что ты замолчала? Не-не, я просто читаю «Малиновый рассвет», такое чувство, как будто я сказала, одну ухо влетела, в другую вылетела. Пишет, так и не ты автор, ты не имеешь права претендовать на то, что ты перевела и пару строк писала. Да не перевела и не пару строк не было никакого писала. Перевода. Вы почитайте вообще челлендж, вы прежде чем такое писать, вы возьмите, откройте англоязычные правила и откройте мои. Зачем? Чё-то вообще... Зачем вы, извиняюсь, пиздите? То, о чем вы не знаете. А, тут, значит, замечательная дамочка спрашивает. Модер влияет, значит, баня. Давайте я так скажу. Я пришла вчера к Оле на стрим. Я даже с Ксюшей в скайпе в этот момент. Я написала одно слово. Меня его шавки нахуй послали и забанили. И же других людей тоже забанили. И если бы Ксюша что-то написала, ее бы тоже забанили. Так что не надо нам тут говорить про то, что у нас какой-то злой модер. Пруфы легко можно получить, зайдя, собственно, к человеку на стрим, на его какие-то там эти, и зайдя тоже опять-таки в мою группу на Ролисим и просто сравнить правила. Они в открытом доступе, пожалуйста, все пруфы. Типа это не что-то такое, что лично мое. Есть подобное на Западе, подобная тематика. Ну типа это же было сказано в первой серии. Так это было сказано. Ну, люди, ну, блин. В одном ухо влетело, в другое вылетело. Пережуй, положи в рот, а им еще и переварить. Угу. Господи, на ручки просто. Что ты хочешь? Угу. Короче, на чем мы закончили? Так. На тюрьме, а теперь, значит... Аламира, подожди, ты пропала. Секунду. Что-то тебя мьютит вообще нагло просто. Так, теперь и говори еще раз. Тупорылая хуйня. Да, теперь тупорылая хуйня. Коля на своем стриме сказал, аудитория, которой нравилась тюрьма, это тупорылая... Мне даже язык не поворачивается. Это тупорылая хуйня. Так что знаете, люди. По мнению Никсфана, все, кто смотрел тюрьму, включая его тюрьму, видимо, вы тупорылая хуйня.
Это так, лирическое вступление. Пруф есть где-то 1 час 31 минута. Вот. Да. Дальше что? А по поводу, что нет авторского контента, как там было сказано. Нет авторского контента. Чё? Давай я перезайду. Перезайди. Угу. Я просто когда зашла, вышла, метнулась кабанчиком. По поводу авторского контента, что у тебя его, короче, нет. Угу, да. Харли это тоже я откуда-то стырила, сестра откуда-то, модельная откуда-то. Что у меня еще, блин, у меня дохера всего. Мисс Призрака тоже. Ой, это нам, ну, кстати, с модельным агентством еще. Я тоже сидела, уже такая правильно написала, что персонаж с того. Вот, кстати, вот можно сравнить модельное агентство с тюрьмой, типа, заезженная тема. Чего никто не верещит, что я спиздила его с англоязычного чего-то. Я смотрела на тот момент топ-модель по-украински. Охрененный проект, мне пипец нравился. И я решила, что я сделаю точно так же. Только плюс еще введу не просто какие-то там банальные вот эти вот... ну, это сейчас уже можно там позы как-то им менять, и так далее, то есть уже камера более такая универсальная стала, а раньше было там 3 позы и все на этой фотостудии, и новый топ-модель я смотрю, жесть, конечно. Так вот. Идея была оттуда, короче. Да, идея была оттуда, то есть я реально, ну, это как бы и не скрываю. Я тоже смотрела туп-модель. Туп-модель по-русски, и все. То есть, ну, блин, у всех телеканал Ю крутил это, по-моему, круглосуточно. У вас, может быть, не Ю, у меня Ю. Давай дальше про совместный стрим. Где мы? Да, нам сказали, что мы с Аламирой вели совместный стрим и поливали Сана Чарли грязью. Единственный стрим, на котором мне я вообще рискнула заговорить на эту тему, потому что, знаете, не хотелось как-то вот разводить срач. Это был стрим, где у меня спросили, это мода была какая-то, знаете, типа, как вот ты относишься к Санчезу, как вот ты относишься к Сана Чарли, как вот ты относишься к еще кому-то там, к Аламире, да? И меня спросили, как ты относишься к Сана Чарли. Я сказала, что отношусь не очень хорошо. Почему не очень хорошо? Потому что мне сказали, что конфликт закрыт, а при этом меня хуесосили. По итогу, несмотря на то, что конфликт закрыт, еще придумали новый конфликт, то есть, оказывается, я еще там кого-то у нее украл. Короче, блин, лишь бы... Блин, разрешите доебаться. Вот. То есть человек считает настолько, что вот, вот только у него фантазия так работает, остальные же, блин, бедные, создавать персонажи не умеют, могут только пиздить. А почему я не пишу сюжет у Мусана Чарли, а только пишу их у Аламиры? Потому что у Мусана Чарли пиздить нечего! Извините! Да, у меня больше вопрос. Почему, ну, если мы действительно кого-то там поливали грязью. Я не знаю, может, у нас у двоих рассеянный склероз. Какие проблемы? Пойти, взять ссылку на стрим, перемотать на нужный фрагмент и кинуть ее в тайминг. И честно, и никто бы пиздоболом никого не считал. А так, это было просто вя-вя. Давай дальше. Угу. Самое интересное. Не вишенка еще, но интересно. Да, ситуация с письмом, я так понимаю, мы переходим. Извините. Бля, ты не лагай! А, ясно. Короче, тебя ненавидит. Я, короче, еще говорю, а чего я... И залагала. Давай я перезайду, может, во мне дело. Может, я, типа, как это... Не уходи! Ухожу! Все, сейчас. А ну... А может, это дело в сервере? На... О, бля. Хорошая мысля приходит опосля. Ну-ка, что поделал? Стримила здесь. Да, осторожно, профессиональные стримеры. Демонстрацию мне верни только. Блин, вот это... Эти люди, еще демонстрации возвращай. Да. Пожалуйста, пожалуйста. Давай и сразу переходи к сцене. Нет, ладно, не сразу. Давай. Ты лучше знаешь, как действовать. Ага, короче, ситуация с письмом Electronic Arts. То есть я рассказала... коротко, в принципе, что было. То есть, по факту, никто не пришел ко мне спросить, типа, слышь, Ксюш, что ты за херню такую снимаешь, что у тебя реально инцест? То есть, люди не стали спрашивать, не стали как-то, знаете, между собой регулировать конфликт, т.д. и т.п.
Знаешь, да, Марина, да, сейчас, секундочку, да. Знаешь, Марина, рассвет, что есть, что нет, в любом случае судить людям, но не мне, не тебе, да, братан. Так вот, что я говорила? А, то есть никто не пришел там сказать, все, нет, я, знаешь, я понимаю, почему. Вот mm-hmm. реально я понимаю, почему, потому что конкретно задавила жаба за то, что ты стримила, мне давали ключи, а люди, которые не выпускали ничего на канале, хотели их получать, и типа вот... У и нас получали. Такой... Ну, это мы это сейчас до этого дойдем. Да. Типа вот, как же так, ну с опозданием. Ну, извините, не первым выдали, да? Ранний доступ, да. Ну, мы да, сейчас ну, ранний доступ. Дойдем, не переживай. Извините, я просто болею немного не еще. Да, не умираю, не дождутся. Так вот. И как бы реально задавила жаба, то есть я не знаю, как это по-другому назвать, потому что, судя по тому, что мне говорила Кристина, вот, и как сколько там вылилось на ту же самую Аламиру, да пусть надрывается, Рита, забей. Начали, ну, знаете... Блин, я не знаю, как еще, это все, понятное дело, тоже домыслы, но это чисто, считайте, что это субъективное мнение. Вот это мое... Я просто не знаю, что должно сподвигнуть, например, было бы меня написать вот жалобу, вот просто чисто без причины на Аламиру. Вот я сижу такая и думаю, Аламира, ваша кровавая Мэри слишком автобиографична. Мне кажется, надо написать на вас жалобу, что вы на это скажете? Короче, основная проблема в том, что... С тобой очень мило общались, пили сидр в кафе, и все было вообще ажурно, и тебя даже спрашивали, не хочешь ли ты поучаствовать. Да. А оказалось, что в этот момент письмецо уже было отправлено. Почему-то об этом очень мило умалчивают они. Кристина это никак не комментирует, видимо, ну как бы, сами делайте выводы. А Кристина комментирует пиздёж, она только да. врать умеет и рассказывать ля-ля. Да, она, значит... Я могу процитировать, тебе надо? Про встречу. Что она сказала на стриме? Да, пожалуйста, будьте так любезны. Она пошла к тому человеку, про которого я рассказывала, и все ему вылила через неделю. Вопрос, через сколько дней уехала? А, нет, начнем с того, что как бы мне вообще срать, что она там говорила про меня. Вот это все, блядь, байки, какой-то, блядь, ладно. Уровня Кристины. Да, уровня Кристины. Вот, и, то есть я на это даже внимания не обращаю. Мне просто конкретно, почему человек, когда он говорит, что вот я, якобы она мне что-то рассказала, и, типа, я пошла к какому-то человеку, она еще так это истерично все преподнесла, что вот, я там, что-то там, она мне что-то такое личное рассказала, а я взяла, пошла к этому человеку, про которого она сказала, и все ему вылила, типа, у нее какие-то там были ужасные последствия, ля-ля-ля-ля-ля. Давайте вот. Теперь расскажем с нашей стороны. Включай сцену. Я хочу показать, вот знаете, нет, сейчас, секундочку. Это единственное, что у меня вот из ее слов реально вот захотелось... Кристина Пятидоль, которая с Анчузом дружила. Ну, дружила в прошлом... Mm-hmm. Надеюсь, он понял, какой-то человек. Дружила она. Она пошла к этому человеку, ля-ля-ля, тополя, и я спросила у нее вчера... После стрима мне стало интересно, действительно ли я что-то такое сделала. То есть, если как бы скринов или там каких-то доказательств вот этого пиздежа не было. То есть... Человек просто заснул в ЧС. Нет, человек просто пришел и придумал. То есть он сказал на стриме, да. пиздеж. Я пришла и пишу ей, типа, давайте просто посмотрим. Давай. Какой-то. А сейчас я тебе скажу какой-то скрин. Угу. А ты не... А, вот. А, 1-2, собственно. 1-2? Угу, окей. Вот. Это я даже зачитаю. Вот, видите, это написано «вчера». Я пишу: «Крис, у меня только один вопрос. Что нахуй за бред, что я про тебя что-то там сливала? За тебя мне уже все ясно». Мне реально ясно, блядь, тебе пиздить человек, чего, блин, с больным разговаривать? «Зачем пиздеть, что я кому-то там про тебя говорила? Это попытка прибедниться, ты же прекрасно знаешь, что я ни слова не вынесла из твоей личной жизни. Очень мерзко». На что мне человек ответил? «Ксюш, я знаю то, что я знаю. Мне было очень больно и неприятно в тот момент, если ты здесь только ради этого, пока». Это как, знаете, я заявлю, знаешь, Кристина, а ты притрахалась с 10 голыми мужиками из моего шкафа. Извини, я знаю то, что я знаю. Мне было очень больно и неприятно, что ты их всех облапала. Если ты здесь только ради этого, пока. Серьезно. Боже. А у меня, между прочим, мужики в шоке до сих пор.
Как вот мне их отпаивать? Так вот. Я на это пишу. Я вообще никого не знаю, не запоминаю имена. Кому я там что-то должна была рассказать, если я этих людей знать не знаю? Зачем ты все придумываешь? Если подобное имело место быть, то следует тебе поискать в другом месте, ибо конкретно данные твои слова совершенно не относятся к реальности. Вот. Второй скриншотик. Да, второй скриншотик, пожалуйста. Вот. Так. На что мне отправили вот это вот? Я пишу, спрошу еще раз, есть пруфы? То есть это, знаете, это не было публично. То есть это был прямой вопрос. Есть пруфы? То есть реально человек меня как бы в этом обвиняет, и я спрашиваю, что именно я там про тебя сливаю? Неважно, что переписка, звонок, скриншот. Скинь мне, пожалуйста, что я про тебя такого наговорила. На что мне ответили, что ничто не берется с пустого места, если ты про это, но у меня нет желания тебе что-то разжевывать. Вообще весь диалог, напиздеть желание есть, а доказать свои слова нет. Извините, я бежу. Да, ты можешь остаться при своем мнении, я не против. Ну, типа, спасибо, что разрешила. Окей, да, спасибо, что разрешила. И при этом меня тут же добавили в ЧС, то есть я не успела написать, что дело тут не в этом, что кто-то при своем мнении, в конкретных обвинениях, и тут же вы не можете отправлять сообщение тому пользователю, поскольку он ограничил круг лиц. Хамства не было. Я никак не хамила, я никак нет, про меня напиздели. Я хотела узнать пруфы. Главный пиздобол в Sims Community присуждается. Кристине. Ну, то есть, блин, всегда, если ты можешь что-то доказать, ты это, ну, как бы, доказываешь вообще без проблем. А тут, она, мне кажется, это вообще по ходу на стриме придумала, поэтому была такая возбужденная. Да. Мужиков из шкафа жалко, и... да. Да. Ну, окей. Это мы поняли, приняли, выводы сделали. А, давай теперь пройдемся реально по ключам. Они, значит, там бедные, несчастные, прибеднялись. А что они вообще не понимают ничего. Что... Я не пропадаю? Нет, на удивление. Отлично. Что им ключи не давали. Они, значит, путались в показаниях. И у нас есть запись стрима, даже если они потом его решат удалить. Как бы. Ребята, не на тех нарвались. Они, значит... Тихо-тихо-тихо, залагала. Все удачно сложилось. Вот сейчас, yeah. Вот сейчас, на самом деле, да, я сейчас перезайду. Продолжайте. Что-то не очень. Да что-то, да. Короче, они прибеднялись, говорили, что им ключи не дают, путались в показаниях. Сначала они, значит, их выперли из беседы, и это добавило свое, как сказала Чарли, или даже Петит, часовый. Все удачно сложилось, наверное, это была Чарли. Поэтому вот они решили написать письмо. Правда, потом Коля сказал, что их выперли уже после письма. Давайте мы вам покажем, как все было, потому что у нас есть пруфы, у нас есть замечательная беседа с комьюнити-менеджером. Вообще нет. Крутите барабан. Крутите барабан. Пожалуйста, внесите сцену, включая. Включила сцену. Да. Какой скриншот? Третий скриншот. Здесь вы видите заблюренные сообщения. Это сообщение с ключами. Дважды, то есть когда там в ноябре и в январе, 17 января, запомните эту дату. Середина января Андрей скидывает ключ Кристине. Андрей, это, понятное дело, комьюнити-менеджер. Вы можете тут видеть, что она задает вопросы по поводу... Это даже не полная переписка, потому что если полная переписка, это там 50 скриншотов. Кристина задавала вопросы комьюнити-менеджеру по поводу того, как ранжируются ключи, по поводу статистики. Значит, приводила статистику, пошла в Social Blade, не пожалела времени, и, значит, все заскринила. Вот у меня просмотров больше, у меня подписчиков больше. Чего ж мне не дают? Ключи она получила. Зачем они пиздят? Зачем они пиздят, и все пропало. Сейчас, подожди. Это что-то, короче, из Дискорда. Ламер. Да, давай поставим эту. В Бразилию? На Бразилию идем? Да, 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 да. Мы уехали в Бразилию, извините. Так. Подайте. Подайте голос, пожалуйста. Подайте, блин. На. Вот. На голос. На адекватность. А, вот, короче, ключ она получила, ответы она получала, если как бы понадобится, можем еще более полную беседу предоставить. То есть ей отвечали, ее никто не игнорировал. А по геймам обсуждать, включи мне, пожалуйста, OBS. А, да-да-да, конечно, конечно. Я включила. Вот, да. Чё? После включить OBS ты пропала.
И просто была такая тишина, как будто ты, знаешь, села и засмотрелась на скриншот. Ну, это что-то там с Бразилией тоже связь. Вот, да нет, мне кажется, что-то... Не, мне кажется, что это в Дискорде какое-то дело. Потому ну, что... ты, если что, маяку, я буду перезаходить. Угу. Так, вообще не проблема. Там, мне кажется, короче, что это даже не в этом дело. Посмотрите на последнее сообщение. 31 января — это день, когда их выгнали из беседки, как они... Беседка Симсика. Она пишет: «Андрей, неужели я вас так задела, что вы посчитали, будто бы мы не сможем стать друзьями?» Обидно так. Чтобы вы понимали, я о письме узнала 28 января. То есть вот эта крыса, откровенно. После того, как отправила письмо, после того, как обвинила человека в расизме, в гомофобии, пишет ему: «Вы что, думали, что мы не сможем стать друзьями?» Сука, с такими друзьями и врагов не нужно будет. А, разумеется, комьюнити-менеджер на это полыхнул. Потому что это очень нагло, она очень нагло себя вела с ним, в принципе, на протяжении всего стрима. И мы переходим к Масе. Следующий скриншот включаю. Угу. Два ключа. Один был отправлен на почту, второй ей был отправлен лично. Лично. Лично и пропал. Продолжай. Да, это был не ранний... Что, опять пропадает? Не-не-не, продолжай. Как будто залагивает. Кажется. Да, это был не ранний доступ, но причины, почему нет раннего доступа, уже объясняли. Они почему-то там вдруг решили себе, что, значит, более недостойные, более недостойными они посчитали, по-моему, Свитгейм, я точно помню. Ну, Свитгейм она реально не снимает. Она получила ранний доступ, но суть в том, что Андрей ей писал, что она не получала ранний доступ, она получила обычный ключ. Там давали мало ключей, и вам все это объяснили. Но мне больше нравится, как Чарли очень замечательно, мило и хорошо пишет: «Да, спасибо большое. Да, нет проблем. Надеюсь, следующий игровой набор, типа, я ключ получу». Никаких вопросов вообще к Андрею от нее не поступало. Как вы можете видеть, это вся переписка, насколько я помню, вот конкретно с ней, это вся переписка. И потом этот человек говорит, что они, значит, общались, но ответов не получили. Общалась только Петидоли, и то общалась еще по-хамски. Как бы неудивительно, что комьюнити-менеджер не хотел идти на контакт. И то отвечал, все ей диточки разъяснял. Теперь мистер Николай. Ты сказала, как будто Николай Соболев. Так. Ну, ему далеко до Соболева, конечно. Да, ему там... Когда Китай раком. Отказали в сотрудничестве. Но вы посмотрите на конец диалога. Комьюнити-менеджер пишет о том, что хочет связаться с мисс Анной Чарли. Вот, сейчас, извини, на секундочку, если переписка урезана, попросите опровергнуть, пожалуйста, своих ребят. Если переписка урезана, no problem. Пусть они тогда докажут обратное. Просто в группе все равно. Ну да, то есть... Всегда можно. Это же не с нами была переписка. Нам что прислали, мы туда даем. Ну, единственное, мы порезали реально переписку с Петит, потому что, ну боже, просто сопли по углам. Вот. И комьюнити-менеджер пришел вообще к Коле, чтобы связаться с Аней. Вы осознаете весь вообще этот бред? Потому что она не читает сообщения, там куда-то не заходит. Дали почту. И все уже говорит: хорошо, передай, пожалуйста, что утром, чтобы утром она проверила почту. Пишет: ок, да, все хорошо. Поинтересовался даже, будет ли у нее обзор. Блин, мне кажется, это столько чести. Это вообще... Алло, Мира, подожди, залагала. Столько чести и залагала. По-моему, у тебя этот связь, по-моему, кто-то заговорил. Это те самые, которые по руке гадают. Дудосят меня. Да нормально, так дудосят, слушай. Да, ну, короче, блин, комьюнити-менеджер бегал за ней, искал через кого-то, переспрашивал насчет обзоров. Это реально слишком много чести, и никому... комьюнити, я, правда, не могу пруфовать это, потому что я, очевидно, не полезу каждому в личное сообщение, ни у кого больше не спрашивали, а будет ли обзор. И вот после этого они говорят о том, что к ним было ужасное отношение. Так правильно, извини, Аламир, а тут пишут, так эти сообщения же до письма, так правильно. То есть вот эти диалоги, они были до письма, то есть хотя эти люди... Они даже в январе получали ключи, в январе! Это что, блин, за
трындец. С 5 долей уверена? Я сейчас, подожди, сама присмотрю. А письмо, когда было отправлено, скажи, Ламер? Ну, мы о нем узнали. Я думаю, что он, комьюнити менеджер, гораздо раньше об этом узнал. Но я об этом узнала 28 января. Кристина получила 17 января ключик сразу же по просьбе, в этот же день. Ей дали ключик. Вот, ей сказали, что завтра надеемся получить, и дали, типа, сразу. Такой плохой, да, комьюнити менеджер. Да, такой ужасный просто вообще. И точно так же 17 января мисс Анна Чарли получала ключ. 28 числа я узнала про письмо. Вы, блядь, 2 недели назад, сука, получали ключ? Да, еще раз. О каких ключах, спрашивают, о каких ключах говорите? Надо разъяснить, о каких. Это ключи, которые вы активируете в Origin и получаете дополнение. Лицензия. Просто. Да, это понятное дело, что это же и я предоставляю. Они все такие вот бедные, несчастные, жизнь у них не складывается. Они чувствуют какой-то негатив со всех сторон. Когда 2 недели назад спокойно получали ключи. По поводу, как он там сказал, говняный буллинг со стороны других симеров, я вообще не знаю, о чем они. Они написали это письмо. И там Чарли очень интересовалась, типа, почему Аламира до сих пор молчит? Вы не думаете? Потому что меня не было в этом письме. Я как бы уж не совсем в каждой бочке затычка, чтобы идти разбираться за других людей. Я всегда разбираюсь за себя. И я молчу, Анна. Только потому, что реально молчала до момента, пока меня не трогали. Вчера меня отхуесосили, аудиторию мою отхуесосили. И, значит, я буду молчать. Да сейчас, ага. Очень удобно, ребята, устроить. Главное, чтобы выставить, короче, себя жертвами, они не получают ключи, оказывается. Комьюнити-менеджер им, оказывается, не отвечает. И вообще в ЧС Кристину добавил. Ну, я не могу никак профануть, что никакого черного списка не было. Андрей реально проигнорировал ее вот этот выпад с дружбой, потому что он уже знал о письме. Это настолько, блин, абсурдно. Я не знаю, насколько нужно быть гнилым человеком, чтобы, блин, такое писать. По поводу нашего комьюнити-менеджера. Это лучший комьюнити-менеджер, который у нас вообще когда-либо был. Чарли сама подтвердила, что они менялись как перчатки. Это единственный комьюнити-менеджер, при котором официальное сообщество хоть как-то ожило, и даже вообще не из-за стримов, а именно по постам, именно по розыгрышам, по всякому такому. Да, нет, все нормально. Чуть пролагало, но было понятно, что сказала. Ну, короче, это реально он всегда помогал, всегда все файлы предоставлял, всегда все напоминал. Блин, я не знаю, что они доябываются до него. Какой там расизм? Самое смешное, что они в письме, когда, значит, писали про расизм и гомофобию, они прикрепили скриншоты, где он, наоборот, спрашивает, вам это нужно, вам это заливать. У меня даже же есть этот архив. Угу. Спрашивает, что письмо дальше узнать. Он, да, по будущему контенту все спрашивает, типа, как, что надо делать. Весь день старались, готовились, трейлер загружали ради вас. Ну, то есть, блин, ни один комьюнити-менеджер до этого так не пёкся. Лана, я в кои-то веки согласна, что несчастными себя выставляют реально только жертвы абьюза и мертвоканальные люди. Ну, короче, это звезда. Как mm-hmm. говорится. Знаешь, что? Мы опустили подробности Кристины. То есть вот Кристина вот в плане ее вот этого трындежа. В смысле вообще? По нам двоим. Нет, ну да, да, да. Как она чудила. Чё она чудила? Почему мы сначала с Кристиной дружили, в очень хороших отношениях были? Чё вообще Давайте произошло? Давайте я ради этого даже перезайду. Сейчас. Не, сейчас тебя хорошо слышно. Ну ладно, ладно. Я там где-то не лагала, я все равно перезайду на всякий случай. Mm-hmm. Окей, я не буду никак проходиться по личности Кристины, только потому что она меня никак не трогала. Но почему мы с ней дружили и перестали дружить? Потому что человек меня настраивал против Санчеза настраивал против меня. Всячески пыталась сталкивать нас зубами, всячески пыталась мной манипулировать. Что я вообще глупенькая, даже не сразу просекла, реально. Это просто свято верила. Месяцев очень даже хорошо. С доверия, а что-то... Подожди, Ламир, подожди. Я, короче, свято верила. Вот на этом, с этого момента. Я свято верила, что мы реально общаемся хорошо.
что-то все. Ну, короче, блин, я не очень хочу поливать как-то ее грязью. Я хочу, чтобы Ксюша ее грязью полила, потому что она по ней прошлась и очень мерзко. И вообще на тему того еще спиздела. Ну, как бы. Человек просто вел себя реально, пытался сидеть на двух стульях. Понимаешь, что это не было сказано прямым текстом. Если бы я хотела полить человека грязью, я бы как раз таки это сделала, вот вообще прямо при самом старте, как она вот, когда она выливала, она прям такая, хух, я 2 года этого ждала. Да, ну, да. Ну, мне вообще срать, господи, человек, знаешь, еще мне не хватало обращать внимание на пиздёж какого-то человека, типа, собака лает, караван едет, ну, типа, кому-то, блядь, ёбнуло в голову что-то там спиздануть, то такое. Ну, короче, с вопросом дружбы ей было написано все лично. И эта причина была ей озвучена лично, что она пыталась сидеть на двух стульях, еще и Санчеза меня лбом столкнула. Чтобы вы понимали, я к Санчезу вообще, мне все равно. Вот как это 4-3 года назад случилось, так и случилось. Вообще. Ну, то есть я давно это пережила, и давно, как бы, мне кажется, нас реально просто вот она сталкивала лбами. То, что приходила, значит, такая, мне рассказывала о нем, ему приходила, ну, обо мне рассказывала. И, разумеется, я фурчала на него, он фурчал на меня, и она такая ручки потирала. Очень даже миленько. О чем только говорить? Что я ей воспользовалась. Я ей воспользовалась, значит, вся я такая ужасная, супер-супер-супер, сука, корыстная, как меня назвал Коля. И, бля, это так странно. Ну, то есть, типа, да, в какие-то моменты, в последний момент, я думаю, что это вообще поймут только они. Вы не поймете. Я продавливала эту запись. Окей. Но в остальных вопросах я ничего никогда не заставляла делать. Я была заинтересована в этом, понятное дело, потому что обо мне пиздели. Но я никак ничего не заставляла. Хорошо, вот правда хорошо, что эти переписки 3-летней давности никак нельзя подделать, что их никак нельзя удалить, и оно уже все как есть, так и есть. И как бы ладно, Кристина, покуйся с миром, вот серьезно. И мы как-то резко перестали с ней общаться. Там, когда стало понятно уже, что за человек, т.д. и т.п. Знаешь, что я еще хочу рассказать? Как она миленько. Я даже сейчас найду это сообщение и просто вам зачитаю. Я же могу его зачитать? А в смысле? А что там за сообщение? Ну, вот то, которое ты мне прислала. Посмотри, я тебе сейчас еще раз напишу. Господи, я просто не знаю, кто там. Ни хрена себе. Человек. Вдруг там признание про моих 10 голых мужиков. Нет. Да, да, посмотри. А, да, можешь, конечно, зачитать. Короче, пишет девочка. Она пишет тебе, как я понимаю, да? Да. Вот. Короче, мы гуляли по городу, и она начала тему мусолить такую, мол, ваше мнение о большинстве ютуберов. Не, подожди. Это начнем с того, что это пишет девочка о Кристине. Кристина приехала в Белоруссию, я так поняла, потому что девочка из Белоруссии. Есть фотка, что да, они есть вместе. Фотка 100%, да. А мы будем скриншот показывать? У нас есть вообще этот скриншот? Нет, я не делала. Ладно, будете верить. Сделаем. Угу. Ну да, будет надо, давай сделаем. Я тебе просто... А, окей, ладно. И вот, короче. Там они, значит, за Ксюшу поговорили, за меня поговорили. И она такая, мол, да, у них там был свой конфликт и так далее. Однако Аламира двуличная и лицемерка. Общается, типа, ради выгоды и недолго. Только с ней я общалась недолго, и то я уже объяснила, почему. Ей, блин, несколько лет назад это тоже объяснила. Для нее чуть ли не каждый третий лучший друг. Она с ним стримит и так далее. Дружила с Арманиусом, потом с Ксюшей, потом опять с кем-то, потом опять с кем-то. Итак, давайте по факту. Ксюша, блядь, почему мы с тобой так долго вообще общаемся? Какой, 4-й год уже идет? Знаешь, что так долго? Знаешь, подобное притягивает подобное. Вот, поэтому мы просто с Аламирой не можем долго друг без друга. Простите. Да, мы... А меня нормально слышно? Я да, а то я не вижу твоего ОБС, и как бы я там хотя бы отслеживаю на звуки, как и что. Да, вот. Может, ты меня вернёшь, да? Пожалуйста. А с Арманиусом у меня было все хорошо, никаких конфликтов, никаких обид, ничего подобного. Но человек учится, у человека личная жизнь. И как бы, ну, понятное дело, что мы со временем просто стали меньше общаться. Я думаю, что этот момент обмусоливать не надо. А с кем-то еще и с кем-то еще? Это интересно очень с кем. Вообще лучшей подругой своей, единственной, кого я назвала. Ага, да, это мы помним. Спасибо, мистер Сапфёр. Не переживай.
Это тут спрашивали, Андрей, разрешил ли показывать свою переписку? Да, не переживайте. Спонсором этого показа является Алла, Мира и Ксения за поддержки. Неважно. Короче, что я говорила? Единственный человек, который... Я вообще впервые сказала, что он мой лучший друг. Я сказала. Это была Рита. Угу. И она все еще мой лучший друг. О боже, представляете? Вот, надо же. И я никогда не говорила ни про кого. Ну, типа, да, Ксюша подруга. Другая Рита понимаешь, подруга. У нас как-то так получилось, что мы вот... Мы на тот момент общались слишком мало еще, чтобы вот так вот категорично прям сказать, что мы стали лучшими подругами. С Ритой вы все-таки общались гораздо больше, и как-то вот я считаю, что очень хорошо повлияли друг на друга. О том, что я, для меня каждый третий это лучший друг, ты бы никогда не стала моим лучшим другом, вот уж извини. Тебе, наверное, это очень обидно, раз ты потом еще и по аскам ходишь. Ну, короче, это ладно, это дело десятое. Выгода, боже, Арманиус, наверное, был такой... Сейчас, подожди, залагал. Арманиус был ты и залагал. Сейчас, подожди. Цензура, сука. Да, цензура, дусят хабаров. Бездушно, душит, душит. Короче, что я там говорила, по поводу корысти, значит, как я использовала своих друзей. Реально, единственное, до кого можно доебаться, что я кого-то использовала, это Ксюша. Ну, как бы, Ксюша, я тебя использовала. А я у тебя пиздила, извини. Я на всякий случай извиняюсь. Я дохуя реально всегда делала. В плане там какой-то вообще безвозмездных мелочей. Бля, ебать, я, конечно, была корыстная. Просто пиздануться. И вот знаете, вот самый сок в том, что... Вот самый сок и залагал. Вот тебя дудос... Вот, понимаешь, Хабаровск просто не дают сейчас, сказать стой, правду. Стой. Стою. Давай еще раз поменяемся. В смысле поменяемся? А ты хочешь сервер сменить? Скажи сервер. Да. Бляха. Да, я хочу сервер. Давай. Слушай, я вот думаю, может, это из-за того, что я демонстрацию показываю, так еще подлагивает. Бедный Хабаровск. Да, очень бедный. Хабаровск, я попрошу. Бляха, да, Хабаровск. Потому, это, Белоруссия. Отстаньте. Да, короче, насчет Арманиуса. Выгоды. Я не лагаю? Нет, пока нет. Мы всегда стримили на моем канале. Никаких репостов, я не помню, что он делал. Мы реально дружили. У нас было очень много общих тем, каких-то пересечений. И, блин, мы столько лет дружили, что говорит, что я для корысти это делаю. Да и, в принципе, сейчас, если мне Арман напишет, мы возобновим общение, как бы вообще, или я напишу Арману, мы точно так же возобновим общение, и все будет в шоколаде. А Ксюша, вот, как я уже сказала, это единственный человек, до которого можно доебаться, что я там какая-то корыстная, блядь, какие-то цели преследовала. И то, как я говорила... У нас на тот момент сок, была, да, разница просто в подписчиках. У меня уже там была сотка, у тебя 80 тысяч, поэтому типа, ну сейчас ты меня обогнала, поэтому теперь моя очередь. Все. Прям присосаться к кому? Вот пяти доли и Санчес. Это да, это можно подумать. А типа я и Ксюша, ну, Ксюша, прости, но я не использовала тебя в корыстных целях. Все по любви. Я использовала тебя. По обоюдной. Я у тебя пиздила. Да. И я как говорила про самый сок. Самый сок в том, что про корысть говорит человек, которому я бесплатно делала анимацию. Да, кстати, тот самый момент вот именно в сестре, на который была отправлена жалоба, именно эта анимация была сделана когда-то Ламирой для Кристины, для ее проекта, и на эту же анимацию, начиная с этой анимации, на меня же подали жалобу. Это был такой лол, когда вот у Кристины такое было в проекте, у Ламиры такое было в проекте. Да, это же анимация. У меня это было, но, блин, именно у Ксюши. И знаете, кстати, вот, ну ладно, это все, об этом попозже, давай по порядку. Вернемся еще к проекту. Ну, короче, вот. Больше мне особо про Кристину сказать нечего, потому что мы как бы встретились два корабля и разошлись. И, бля, я, честно, не думала, что у нее ко мне какие-то вопросы, что она там будет меня обсуждать. Я узнала о письме сначала. И я уже думала, что, ну, откровенно, хуйня какая-то творится. Это не ок, это не норма. Ладно, у вас там были терки с комьюнити-менеджером. Вы считали, что что-то несправедливо, и вы на него нажаловались. Плевать, как бы, что вы его называли расистом и гомофобом.
Надо, кстати, пересмотреть письмо. Они же его опубликовали. А, или они не письмо опубликовали? Они опубликовали только пруфы, да? Самого нет, текста, они нет. Письмо тоже опубликовали. Они скидывали. А, ну, да, у меня своя версия. Ну, как бы правильно, правильно сделали. Результат. Правильно сделали, как бы мы всегда за пруфы, всегда за правду. Поэтому. Да, это вот молодцы. Единственное, что они там, конечно, с Андреем налажали, выкинули переписку Кумаси, где она говорила, да, что ее все устраивает, все хорошо, а просто Андрея каким-то монстром выставили, что вот он такой сякой нехороший. Mm-hmm. Где-то там, по-моему, в конце. Сейчас скажу, да. Какой это номер. Сейчас, вот этот, по-моему, сейчас, секундочку. Так, вот это вот момент с Масей был, по-моему, вот mm-hmm. этот, я не помню. А какой номер именно? А, сейчас, 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 это какая у нас? Ага, сейчас я посмотрю. А, вот шесть. Угу, угу. А выложили из этого. Вот, кстати, да. Насчет того, кто действительно вот подергал. Да. Перебрал. Угу. А вот так выставили. Где он говорит: привет, коду приду там завтра, пришлю сразу. Ну, блин, да, это не ранний доступ, да, это может быть обидно. И я понимаю, что вы там хотели какой-то справедливости, всякого такого. Сука, я не понимаю одного. Зачем вы подставляете человека, с которым Кристина, блин, пьет сидр в кафе? Но это же так в крысу. Я не знаю. И вот они потом удивляются, что я их крысами называю. А как это еще можно вообще расценить? Вот, ну я просто этого не понимаю. Как еще? Что их в попу им подуть, какие они молодцы, как они весело и дружно засрали своих коллег, засрали комьюнити-менеджера, хотели ему вставить в палки в колеса. Ну ладно. Об этом, к этому я еще вернусь, да, в части... Да. Про меня, потому что они там тоже целых двух. А письмо сейчас можно обсудить в рамках меня. Типа, как же я туда попала? Что ж сподвигло? Чем же я так насала в тапке? Когда у нас там тема инцеста? Нет, подожди, у нас в следующем пункте тема инцеста. Мы тут, кстати, не все показали. Давай... седьмой скрин. Подожди, а пятый что? А, пятый это был «Ищут Масю». А, ну да. Пожалуйста. Вот, да, это был Коля. Шестой мы показали, седьмой давай. Угу. И вот как... Подожди, вот и залагала. И... Аламира, подожди, тихо, что-то происходит. Мне кажется, что перезаход сейчас не поможет, тут именно, короче, колбасится Дискорд. Видимо, когда ты сцену переключаешь, да? Не знаю, наверное, возможно. Возможно, еще же из-за демонстрации, он же тоже какую-то эту... Ну, короче, знает. После вот этого письма, даже не то, что после письма, после того, как Кристина, значит, про дружбу тут ему начала втирать, mm-hmm. разумеется, их выгнали из беседы. Ну, потому что, ну, супер токсичный. Ну, прям, ну, уже это потолок. Дальше это только какой-то открытый буллинг, мне кажется, будет. Ребят, у нас не выгнали, и Ксюша, как главный защитник. Мне же рассказали, мне как это было подано, типа, что вот, менеджер нас там обижает, Аламиру, блин, тащит, пропагандирует, что она, ну, именно за нее топит, там, а нас там обижают, унижают, короче, с нами, вот так вот. И потом их бац, и еще обоих убирают. Начало мне было плевать, а с Кристиной, в принципе, мы виделись, я думала, что, в принципе, мы в хороших отношениях, и я у нее, понятное дело, ну, думаю, ух, блядь, порву рубашку на груди, блин, вот это, вот, понимаешь, я же говорю, какой шел, такой нашел, Аламира, что ты в свое время топила за Чарли, а она, что я в свое время, да, что я в свое время, да, тварью конченые считают, что я в свое время топила за Кристину, то есть их когда кикнули вот из беседы ВКонтакте, где находятся, кстати, Андрей, это менеджер я, вот, когда их кикнули с беседу летсплейщиков, где вот как раз-таки идет общение с комьюнити-менеджерами, где вот это обсуждение планов, где трейлеры, где какие-то там вот эти основные все диалоги, нас там, в принципе, уже много, там и Дарья Рейн, и Санчес, да, и Викси, и, короче, кого там, короче, все, в принципе, летсплейщики, которых вы знаете, мне кажется, да. Все более-менее такие крупные каналы, вот все они состоят, никто там не общается, типа, нету таких, конечно, типа, мы все друзья, но там, типа, беседа сугубо по делу, то есть, вот. Да, рабочая. Да, рабочая беседа, просто информативная, если там надо какой-то логотип получить, или там, вот тогда-то снимается эмбарго, и вы можете там выпускать обзор, ля-ля, все дела. Вот, и когда я, получается, кикнула, а Ксения Фрайнд, это была бывший менеджер, то я, естественно, вписалась, потому что я не понимала, что происходит.
типа, какого она хера? Она ещё не знала о письме. Да, я еще не знала, что меня вписали в письмо вот это, вот вообще, что происходит, я не понимала. Их уже на тот момент как раз кикнули из беседы за разжигание конфликтов. То есть за то, что они провоцировали конфликты, за вот эту всю клевету, за вот этот весь бред, их уже на тот момент убрали. А, не убрали отсюда Никсфана, потому что его там не было, насколько да, я знаю. Коля, только да. Чести удостоил. Нет, ну не было, пока его там. Да, на тот момент. Вот. И вообще не было. А, ну и вообще, нет, честно, да. Я даже не следила. Я вообще даже не знала, кто такой Никсфан. Бля, Коля, если ты там когда-нибудь был, прости. Я вообще не знала. Так вот, может, забыла. Знаю, да, успею так легко забыть. Так вот, и единственное, что я же говорю, да, меня зацепило, то, что я не понимала, почему кикнули Кристину. Вот, вот это мне было непонятно. Потому что Кристина мне все подала в совсем другом свете, вот, и типа как так, да, защищала еще. Вот, и вот это наша переписка с Кристиной, как бы, на эту тему. То есть я у них спросила, что типа, что за фигня, ля-ля-ля-ля, то есть мне вот человек написал, что там... ну вот ну, я язык да, сложно, да, да, да. То есть болтаем. Это чисто вот как бы чисто дружеское было, не дружеское, ну такое положительное общение. То есть я искренне переживала, думала, блин, что несправедливость, в чем такое дело, почему? Ой-ой-ой, подожди, тут пишет показать настоящие переписки. Хорошо, напиши либо мне, либо Ксюше личное сообщение, мы тебе перешлем лично тебе. Никаких вообще проблем. Вот это вот я так и думала, что начнется вот это все фотошоп, я программист. Угу. Ну, как бы, бога ради. Мне кажется, у них тоже такой же вариант, честное слово. Но если угу. что, реально, без проблем. Запись экрана с обновлением, странички, что угодно вообще. Потому что они пиздят. Давай дальше. А кого-то спрашивают, кого еще вписали в письмо. А, ты бы нам в подкасте объявили, какая там ситуация. А, ну, в принципе, сейчас уже письмо стало достоянием общественности, его рассылали ребята у себя да. на стриме. Вот, короче, туда вписали еще Арманиуса, туда вписали Sweet Game, туда вписали, ну, меня. Типа, а, это четыре, правильно? Ну, и Андрея. То есть, типа, четыре самых конченых. И знаешь, самое забавное, что с той же самой Sweet Game я лично знакома. Добрейшей души девочка, которая сидит и вообще никого не трогает. То есть, она занимается своей личной жизнью, сейчас она вообще не ведет. Я с ней виделась несколько раз. Мы с ней тоже обсуждали какие-то личные жизненные проблемы. И что-то, знаете, эта девочка не приходит и не рассказывает, что я там что-то про нее рассказываю. Да это такой бред, господи. Настя, если ты посмотришь этот стрим, я очень по тебе скучаю, я была бы не против увидеться. Вот, поседание она еще тут назначает. Да, да. Она живет в Киеве, мне очень удобно. Я приезжаю в Киев посещать сразу двух женщин. Хожу по бабам. Там... А, так, это у нас какой там? Че? По девятому скрину. Девятый скрин, сейчас посмотрим. Так, переходим к очень культурной Ксюше. Да, кто не знал. Когда, короче, Ксюша уже знала о письме. Как да. видите, это было 15 февраля. Угу. То есть их выперли 31 января, и вот только через 2 недели Ксения об этом узнала. Угу. И она, разумеется, пошла сразу спрашивать Ксюшу. Угу. Ой, Кристи. Вот, вот Сережа пишет, Сережа, кстати, в чате пишет, меня туда вписали за обзор мода Wicked Wims. Угу. Там еще и за сиськи, угу. по-моему, что-то... писали, что-то еще там было. Короче, Серёж, ты не уходил. Фу-фу. Ну, короче, давай. Слишком плохой, недостойный, оскорбительный контент. Как будто кто-то заставляет кого-то что-то смотреть. Так вот, получается, что мне, когда я узнала, понятное дело, что для меня это был шок, потому что человек мне сидел, очень подробно, можно сказать, рассказывал про это письмо. Каламера негодяйка. Угу. Попрошу. Вот, и я узнала о том, что вот меня вписали, получается, только 15 февраля, то есть спустя 2 недели, как об этом, в принципе, многие люди знали, вот, меня вызвали в ДИС, и мне там что-то навешали лапшу на уши, что Кристина не знала, что она там не уверена была, что, типа, она, по-моему, даже мне было сказано, что меня там пытались остановить, ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Вот. Стрим сохранится. А чё? Тут же никто никого не обижает. Вот. Серёжа говорит, что может к нам в Дискорд зайти. Я думаю, что, в принципе, мы можем, да, его пригласить. Да погоди, давай сначала по пунктам. А то мы сейчас будем слушать Серёжу, а потом опять собьёмся. Нам нужно сначала вот рассказать. По... Хорошо. Да, хорошо, хорошо. Сейчас, Серёж, тогда подожди. Спасибо, что зашёл. Обязательно, да, позовём. Тебе тоже, давай, я считаю, надо дать слово, в принципе.
Да, давай это следующее. Следующий скриншот, это, короче... А, ну ты... Машей? А, нет, ну то такое. Я, ну просто если а, что, это... если что, Кристина еще забыла упомянуть, что нас было вообще-то... Она немножечко просчиталась. Нас было не двое, нас было трое, мы гуляли втроем. Это 11-й скриншот. Угу, нас было трое, вот... И, в принципе, то есть есть человек, который может опровергнуть ее слова, но подтвердить мои. Вот. Мы гуляли втроем. На этой фотографии, в принципе, видно. Кто не знает, тут я в каком-то таком бомжарском виде. Ну, похер мне. Потому что я... Что-то я не помню. Была такая холодина, так херово было. Господи, моя там великая шапка. Вот. И, шапка-капюшон. И вот это вот Маша, которая с нами гуляла. Маша, вы... Ну, знаете, это Нига Game Stage, вот она сейчас в чате, это моя жопочка любимая, и мы гуляли втроем, то есть, что может быть лучше, чем третий человек, который, в принципе, может опровергнуть любой пиздеж, который был сказан, то есть, ну вот вообще, вот. Если у кого-то какие-то сомнения, и кто-то хочет действительно узнать, кто... Не, а мне кажется, она же говорила про фотографию в постели и преподнесла это все так еще очень. Ну, покажи эту фотографию в постели. Да, у меня была фотография в постели. Вы извините, конечно. Но мы с Машей могли спать в одной постели. Все, извините, пожалуйста, кто не знал. Да. Все, шип-шип. Я сниму летсплей, короче, я люблю свою подругу. Есть песня, как там, «Убей мою подругу» группа Виагра пела, а я сниму свою подругу. Да. А, блин, то есть, кто не... Просто там вот этот весь пиздеж про то, что с кем-то жила, это поля, алло, я жила с Нигой все это время. Вот так вот. Обыдно. Мне тут... Так, подожди, залагала. Не знаю, та или не та, но лично у меня она одна единственная. Короче, мне уже в ЛС пишут пруфы. Вы когда просите пруфы, сразу указываете, какой вам скриншот подтвердить, окей? И вообще без проблем. Единственное, что мы не будем включать сообщение, где были указаны ключи, потому что, ну, это, сами понимаете. Вот. А, ну что, поехали к следующему пункту. Угу. Я, смотри, какая ты тут всякая знаю. В принципе, давай можем добавить Нигу, я думаю. Вот, как третьего человека, который в тот день гулял с нами. Да. Маш, присоединись, пожалуйста, к нам. У тебя. Да, ты есть тут уже? Да, да. Да, мы тебя приглашаем. Вот. Сейчас подождем, просто у нас задержка. Да. И сейчас она должна зайти в стерене. Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Кто это такой? Здравствуйте. Ваш просто стрим включен. Да, я знаю, что с задержкой. Я скажу так, я подтверждаю слова Ксюши. Кристиночка, а что... Подожди, залагала тоже! Тихо, дудосит, дудосит, Питер дудосит! В смысле, я все хорошо слышу! А у меня лагает, у меня лагает. Все, Ксюша, это не Хабаровск дудосит, это Сумы. Сумы дудосят, ёханый бабай. Да, да, вот именно. Да. В общем так, меня Кристина даже на блинчики приглашала, на секундочку. Я жду свои блинчики, но, видимо, теперь не дождусь. А я так надеялась поехать к ней на блинчики. То ж уж так. В общем... Говоря, да. Я была в тот день, мы вместе гуляли, то есть я не скажу, что сразу, я позже подошла немножко, из-за того, что я люблю теряться в Питере, хоть там и живу. Вот, и тогда, да, я нашла ему Кристины, и даже Ксюша тогда приглашала к нам Кристину провести с нами вечер, вот так. Да. Так что все было очень мило. Да, мы предлагали секс втроем. Вот. Короче, это знаешь, я показала фотку, говорю, смотри, говорю, как мы себе когда-то сфоткали с Нигой. Смотри, короче, не хочешь к нам третий? Она такая, о, да. Но если ты Ксюша, тихо, но если ты Ксюша, согласишься с нами поучаствовать в этом письме, то тогда я согласна. Что это так? Перестань. Кто облизал мои уши?
Вот, ну простите. Вот, короче. И я такая, ну нет, прости. Не получится. Я только за отношения между двумя людьми. Господи, да. Когда кто-то тут в чате знает Рафрайдера и Филхаунда. Господи, зайдите, передайте Вовочке привет. Я уже 200 лет с ним не общалась. Надо как-нибудь к нему наведаться. Вот, короче. Маша, большое тебе спасибо. Надеюсь, что слово свидетелем. Ворвалась. Да, свидетелем станут намного убедительнее. Если что, да, приглашайте. Еще, а я пошел. Ну, короче говоря, я жду до сих пор блинчики. Кристин, если что, пиши, звони. Буду рада приехать. До свидания. Мне кажется, да. Мне кажется, если они каким-то образом пересекутся, они и просто голову отгрызет за это пиздёж. Давай теперь к пятому пункту, потому что это просто, я не знаю, у них, видимо, два с половиной уха на четверых, они смотрели какой-то вообще другой подкаст, и очень много вопросов они есть по этому поводу. Давайте, давайте. Ну, давай, включай. Так, это у нас... А, нет, подожди, там... А, да нет, есть. Ты мне говори только что. Ну, погоди, я сейчас пойму, что это какой пункт у нас? С нашим количеством... Что это про предупреждение о подкасте? Это что? А, это я предупреждала? А, вот. Меня, короче, упрекали, знаете, что мне говорили? Что вот, я сняла подкаст, чтобы, оказывается, хайпануть. Потому что, видите ли, ребята выпустили подкаст о том, что их выгнали из, на секундочку, Game Changers. Как правильно произносить? Как меня поправили? Как я поправлю компанию аутиста? Нам рассказали сегодня. Да, нам рассказали сегодня. Слушайте, какой Game Changer? Game Changers. Множественное число, ёпта. Так вот, что я говорила? А, и меня, короче, сказали, что я, типа, хайплю. Да, хайпую пипец. То есть, что я хайплю, оказывается, что я выпустила подкаст, потому что ребята сняли вот подкаст у себя. Но это так забавно, потому что о том, что я собираюсь снять подкаст, я писала задолго, ну не задолго, но намного раньше, чем они вообще его выпустили. А когда прежде был подкаст? Давай просто по числам, вот этот первый про Гучи. А я не знаю, надо открыть посмотреть. Можешь открыть, пожалуйста? Ну ля, ты шо шути? Ну ладно, я не смотрела. Вот, я знаю точно, когда вот я писала об этом в группе, просто чтобы раз и навсегда закрыть эту, блин, какую-то ёбнутую тему, что типа я на чем-то вообще хайплюсь. Господи, это такой бред. А, так. Ой, только, пожалуйста, не воспроизводи. Спасибо. А, проще в группе посмотреть. Вот, я написала 26 августа, спасибо всем, кто ждал и все еще остается вместе со мной. Спасибо всем, кто поддержал мое новое видео на YouTube. Ксюша вышла из запоя, и уже много дней активно работает. Да. Про подкаст я тоже помню, просто пока не знаю, поднимать такие темы публично или нет. То есть, уже тогда я собиралась об этом говорить. Вот. Да, 6 сентября они стримили вот свой, значит, этот подкаст. Вот, я долго поэтому думала. Да мне на самом деле кажется, что ты и до этого говорила, и на стримах говорила. Ну, типа, блин, ты кучу раз. Ну вот, как бы, ладно, пруф от 26 августа. Угу. Поэтому надеюсь, что тема о том, что выпустили подкаст, я решила хайпануть, надеюсь, закрыт. Да, это та Кристина, которая общалась с Санчесом, да. Теперь про сам подкаст. Пожалуйста, поясни, о чем он был. Они не понимают этого. Я сняла подкаст о том, почему меня не было так долго. Ну, типа, в смысле, явилась, не запылилась, какого хера, типа, ну, объяснись, хотя бы женщина где была. Меня очень многие люди спрашивали, типа, куда я делась. А сколько лет? Эхо началось. Нет, что в смысле эхо? У меня пишет Заряна, что эхо. У меня порой такое бывает, что у человека, который со мной сидит, начинается, короче, эхо. Что, реально эхо у Аламира, что ли? Бляха, а что такое? Все продут нос. Да, сейчас подожди, это надо стрим перезапустить. Ходят слухи, что если перезапустить стрим, оно отлагивает. Оно, скажите, отлагало? Нет, это просто, понимаете, в чем фигня? Это типа так... как его, господи, голос, который, знаете, вот просто раздается там несколько раз. Аутисты, у кого-то нет, эхо отлагало и не было. Ну, короче, если будет что-то, вы пишите. Да. Вот. А, кстати, подождите, Аламир, подожди, мы не добавили Хобогивиля, мы как раз ушли чуть от темы письма. Давайте, наверное, вернемся, а потом обсудим подкаст. Ладно, давай. Вот. Или можно, в принципе, подойти к тому, что как бы одна из причин, почему...
это не заставка, здравствуйте. Одна из причин, почему, собственно, меня не было, это письмо. Пройти мимо этой причины, это было бы очень глупо, потому что эта причина повлияла на основную львиную долю времени, почему не выходил проект. Знаете, когда вам говорят, что проект, который вы сейчас ставите в приоритет, ну это, фу-фу-фу, не дай бог, нет, не буду такого говорить, если бы еще там какой-то проект популярный, да, вот на время ушел бы не по воле летсплейщика, да, а вот взяли тебе его, хоп, и сказали, знаете, ты, возможно, и снимать не сможешь, и ты такая, типа... Охренеть. Знаете, как-то руки после такого немного опускаются, потому это реально был важный аспект, и пройти мимо этого и сказать, вот знаете, ну, блин, объяснить тогда, почему, что спиздеть мне надо было, или сказать, да вот, мне просто не хотелось, да вот мне помешали. Понятное дело, что я объяснила своим зрителям, что да как. Ну, вот, подожди, пока ты не добавила, на самом деле, еще раз. Видео не называлось, оно не было посвящено этой компании. Оно было о причинах отсутствия видео. И когда есть комментарии, типа, зачем нужно было это все выносить, ты могла просто сказать 3,5 слова за 10 секунд, и типа на этом все. Все, ты молодец. Блин, люди, был подкаст на эту тему. Ну вы серьезно считаете, что... Так, подождите, вы действительно считаете, что... Нет. И залагала. Вы действительно считаете, что нужно было 10 секунд... сказать, да, вот у меня было вот это, вот это, вот это, вот это, все. Mm-hmm. Ну, типа, это ж тупо. Ну, не знаю, я тоже считаю, что надо было все объяснить. И вот этот поступок, блин, если бы я побежала, вот только написали это письмо, я бы побежала бы ныть, говорить, вот, они так обидели, а это было бы одно. Тут я пришла конкретно и совершенно спокойно, то есть, видите, я не бомблю там ничего, я совершенно спокойно осуждаю на все. Весь тот бред, всю эту грязь, которую люди... Я совершенно спокойно осуждаю. Я совершенно спокойно бросаю гневные взгляды с обочины. Ну, а чё, херли? Ну, в смысле? Это, они тут уже бунтуют, смотри. Да, Коля, давай, бунт! А ну, пишите все в чат, бунт. Давайте. А ты уверена, что в эту беседу? В смысле, вот в которой у нас тут? Чё, всех вообще пересобрать тогда? Да, давай, пересобери. Хорошо, я пересоберу. Так... Я не успела еще уйти, а уже ты... Ну, извините. Уже... Мой палец оказался шустрее. Так, значит, знаешь что? Я сейчас добавлю не только Хоба, но и Лизу Кот. Раз уж пошла эта разборка, давайте сразу. Лиза, пойдешь? О, а подготовь это ты. Да, у меня все есть. Я уже все подготовила. Лиза, не благодари. Выгоняют и выгоняют. Ну, посмотрите на них. Угу. Так, здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет всем, привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, как вам живется? Здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, как вам живется, неся в массы недопустимый контент? Вам стыдно? Вы каетесь? Вот. Вы считаете учинаш каждый день перед сном? Да, вы моете рот? 15 иконок и буду рубить по стенам. А руки? Все. А руки надо мыть. Вы что? Вас, руки вас, помою. У вас максимально недопустимый контент. Ой. Что такое? Я могу говорить, ну, имеется в виду рассказывать. Да, пожалуйста. Начну? Ты вполне вправе вообще вот высказать просто свою точку зрения, потому что... Начнем мою историю со знакомства с Кристиной. Как это все было? Короче, я сидел, стримил, что-то, я не помню, это было давно... Подожди, меня дудосят. Извините, пожалуйста, ребят, я не знаю, что происходит со стримом. Это ёбаный пиздец. Извините, пожалуйста. Слышно. Я понимаю, но я не слышу, и, соответственно, у меня на стриме этого не слышно. Понимаете, в чем херь? Подождите, дайте я перезайду, я не знаю, что происходит у меня с Дискордом. Все. Так, мы перешли на что-то другое. Давайте попробуем этот сервер. Все люди как люди, а Ксюша как профессиональный стример. Извините, пожалуйста, Сереж, продолжай. Ксюша, в ОБС немножко убавь себя, шипит немного. А, да? Так, говорите, что-то такая тишина. Так, я вернулся. Да, переходите, Серёж, прости, просто пожалуйста. Просто на сервер Дискорда, что? Я просто перешел на Рашу, все. Там стабильно все. Когда мы шли с Рашем, ладно. Ну, говори. Да, что ты имеешь в виду? Ну, говорите. На чем меня было слышно, на чем я становился? Ну, ты только начал рассказывать. Вот, короче, это было года, наверное, 4 назад или 3. Я, значит, сидел себе спокойно стримил, и что-то у меня в чате народ начал писать. Там Санчо стримит. Я беру в руки телефон, что-то зашел на его стрим, все, ну, такой
и в максимально дружеской форме сказал, типа, ну, пошел он в задницу, положил телефон и продолжил дальше стрим. Никакого оскорбления, никаких там обид или еще что-то. Это было в максимально дружеской форме. Я послал, ну, как бы так, послал в кавычках человека в задницу. Вы, мне кажется, вы друзей похлеще в жопу можете послать. Тут просто как бы типа в задницу так. Вот. Значит, у меня большая разница с Москвой во времени, у нас с Аламирой она одинаковая. Да, да, да. Вот. И в 7 утра я стою себе, значит, готовлю яичнику, там только простримил, значит, все отлично, потрясающе. У меня разрывается скайп на телефоне. Скайп, да. Вижу, Санчес. Ну, я первый раз сбросил звонок. О чем нам разговаривать, неважно. Ну, типа, не о чем. Беру, второй, значит, звонок, беру трубку, на что мне просто из трубки разносится такой собачий рев. Кто убил собаку? Я сначала не понял, что произошло, а там прям... Вот прям вот я так, вчера вот такое так на вот. Стриме слышал. Я потом только вот минуты через две, наверное, понимаю, что это вроде человек разговаривает и вроде как девушка. Я не знал, кто такая Кристина, а это Кристина. На меня матом. Да ты такой? Да ты, значит, зашел, да ты оскорбил Санчеса. А Саша при этом он вообще ничего не говорит. Угу. Я говорю, ну, типа, я уже узнал, как все... Так, подожди, Сереж, подожди. Че, погоди, ты слышишь? Вот сейчас слышу. А, короче, нам тут предлагают зайти на любой публичный общественный сервер, да, только я могу так сказать. И типа там все будет ок. Давайте ко мне. Давай сюда, напиши вот в этот. И мы сейчас как придем. Да, так чисто гоп-стайл, ёпта. Так, а куда ж вас это? В женскую коалицию, в мужскую коалицию. Есть у меня этот дурдом называется. Гоп-дурдом. Да, Вов Дурдом, самое подходящее название. Так, сейчас подождите, секундочку. Так, во-первых, давайте сюда зайдем. И мне кажется, должно отпустить, потому что это реально какая-то жесть. Я вообще не знаю, что сегодня вообще. Это на твой сер? Да. Гляньте, какие шустрые. Все такие уходили, меня бросили. Нет. О, все, продолжайте. Все, теперь слышно? Сейчас будем ставить эксперименты. Да. Ну вот, короче, дальше. Значит, я уже знал, кто это по имени. Я говорю, а можно мне, пожалуйста, услышать человека, от кого раздается звонок? Ну, то есть, как бы можно с Сашей поговорить? На что он там, Саша, что-то мне ответил, да, ну, как бы сейчас разговор не о Саше. На что она опять начинает меня оскорблять, покрывать матом, что я, значит, завидую, что я вот и все остальное. То есть, песня опять повторяется, ничего нового я от нее не... Ребята, что-то не помогло нихера. Да? Угу. Я не знаю, может, скайп? У меня нет скайпа на компе. А я не знаю. У меня тоже нет. Вот в этом-то и проблема. Ну ладно, давайте, короче, я просто буду сразу говорить. Давайте какое-то стоп-слово. Все смотрели 50 оттенков серого? Стоп-слово. Красный. Я буду говорить просто сразу. Красный. И все, вы такие сразу. Хоп! И тишина. Просто давайте стоп-слово. Главное, чтобы тебя не задудосило, и мы услышали твой красный. Не, меня говорят, что не дудосит. Ну, в смысле, меня дудосит, но вы меня слышите. И она орёт. Их понимаю, слюна у неё вовсю брызжет во все стороны. Потом, как мне сказали, там, значит, на заднем фоне и Ниссана Чарли была, их вот там не потом уже, как сказал кто-то. Вот, я уж не помню, кто это был. И это, орёт. И я тогда в первый раз в своей жизни просто оскорбил человека, девушку. Первый раз я сказал, типа, ты дашь Саше слово сказать, или ты его подстилка? На что раздалась гробовая тишина. Кто-то взорвался? В скайпе. Да, не знаю, у кого-то взорвалось, походу, тогда. И просто вот мы все оглохли резко. Гробовая тишина, все замолчали, такой, ну, все молчали. Красный! Все отлагало. Работа, меня слышно было? Чисто какая-то сибирская игра. Кто успеет первым? Знаете, когда музыку запускают, ты бегаешь, короче, по кругу. Кто первый жопу на стул посадит? Что-то у меня с этим ассоциация промелькнула. Вот, как бы, и все. И после этого мы, ну, как бы, не общались.
Дальше ситуация, когда вот про это письмо. Вот вы показывали пруфы с тем, когда их выбросили из беседы. Я тоже тогда уже был в этой беседе, но я еще не был в самой программе Games Changer, потому что ее еще не было вроде как. Блин, уже была. Полтора года назад, в этот момент, она начала создаваться. Я не знаю, почему они уверены, что кто-то получает ключи с рук. Типа, полтора года программе уже, ну вы что, шутите? Ну вот, короче, значит, всех их выкидывают. Я тоже как-то такой, типа, без понятия. И я ни разу за вот все время ни на стримах, ни в личных сообщениях. Деньги, Сережа! Блядь, чат! Юля Журлиш пишет: о, у меня со стульями проблем не будет в этой игре, я сразу на ноль сяду! Держите меня с севера. Я прочитал комментарии. Кто просто смотрел вчерашний стрим, Никсфан, типа, ему трофл. Я смотрел, да. Да, там Коленька сказал, что, типа, нейтральной быть нельзя, и еще Юлю там чуть-чуть прохуесосит, ну ладно. Ой, продолжайте, вот, извините. Значит, и вот как раз-таки, возвращаясь к вчерашней трансляции Никсфана, он, значит, говорит такую фразу. Договорю то, что я говорил. Я ни разу с Никсфаном не общался. Ни разу. Ни в переписках, ни на стримах, ни в каких-либо там войсоверах, там, ни в Дискорде, ни в Скайпе, нигде вообще никак. Мы с ним не пересекались никогда в жизни. И что он вчера... Что у него жизненная позиция точно такая же, как у Аламиры, что значит, типа, к нему не лезут, он не лезет. И у меня закрался вопрос. Вопрос, у него такая жизненная позиция только на трансляциях или... А потому что в жизни с точностью да наоборот. Он лезет ко всем и во все. Потому что вот мы с ним ни разу не общались, у меня к ним, ну, ни претензий, ничего. Мне хотя бы и спрашивают, там, типа, как относишься там к Никсфану? Я не знал, кто это. Говорю, ну, я не знаю, кто это. Как бы, и все. На что просто после какого-то обновления в Sims 4... Мне скидывают скриншот поста из его твиттера о том, что он пишет в максимально завуалированной форме, но там, в принципе, понятно. У вас нет этого скриншота? Вы не готовились? Ну, мы с Лизой только... Ну, только с Лизой, да? Да, да, да. Ну вот, конечно. Там потому что у Лизы прям хлеще, чем у меня. Да, да, да. Сейчас мы ей тоже слово обязательно дадим. Вот, получается. И он пишет, значит, о том, что если вы, значит... Что-то... Сейчас я хочу найти этот твит, потому что я хочу прям его зачитать. Угу. Я потрачу. Так, по-моему, красный. Просто вы порой замолкаете, но ты все равно... Не-не-не, там же это сама. Ну там, да. Я должен это сделать. Боже, представляете только на секундочку, как вот этот весь пиздец реально собрал... четырех людей вообще, которые раньше никогда, некоторые вообще никогда раньше не то, что не общались, даже не пересекались. Нашел. То есть, вот, например, как Аламира с Сережей никогда не пересекались. Вот с Лизой Аламира практически не контактировала. Ну, она там была, но это как бы... Нет, ну, в смысле, на стриме ни разу вы вообще не пересекались. Это вообще-то что происходит? Вообще, извиняюсь. Ну вот, твит от... Красный! Подожди. Сейчас. Я скажу, когда пройдет. Всем привет, кто присоединяется. Сейчас. Так, ну подайте голос кто-нибудь, пожалуйста. Алло. Да, все, продолжайте. Вот. Да что за разврат? Его твит от 10 апреля. Станет стрим. 10 апреля. Там, значит, вышло какое-то бесплатное обновление с добавлением, значит, этих, по-моему, фриланс-карьер в Sims и все остальное. Он пишет: «Ну, не знаю, мне обновление понравилось. А чего вы хотите от бесплатного обновления? Нет, но если вы инфоблядь, который по факту не играет в четверку, да, и к тому же в каждом выпуске анонирует на ведьм, то есть в каждом выпуске новостей, ну, понятно, да, про кого идет речь, анонирует на ведьм, тебе не понравится, если ваш возраст 7-12 лет, и вы ждете открытый мир». Ну, вот. Понятно, это было, да? Его Чайка, первое, да, высказывание в мою сторону, хотя мы ни разу с ним в жизни не общались. Да, и при этом он говорит, что если к нему не лезут, он не лезет. Угу. Однако, здравствуйте. Да, в смысле, все письмо, которое было написано, это было... Я вообще с Колей ни разу не разговаривала, то есть...
Не то, что там голосом, мы даже не переписывались никогда, мы даже в друзьях ни разу не были. Мы даже, я так поняла, в беседе вообще не состояли, то есть мы вообще никак не соприкасались. Человек приходит ко мне в личку, выливает на меня какой-то поток, типа, вот там твой контент недопустим, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы еще вернемся к этому вопросу, обязательно про инцест поговорим. Вот, и такой что-то бред несет, я думаю, господи, мальчик, во-первых, ты меня на 9 лет моложе, как минимум, на вы и шепотом, это раз. А во-вторых, какого черта вообще? Типа, я к тебе лезу в контент. И типа, ну, ой, короче, продолжайте. Дальше, значит, его второе задевание в мою сторону. При этом я на этот твит его никак не отреагировал. По-моему, только один раз что-то я на трансляции сказал. Ну, просто меня спросили, я ответил. А, значит, я по этому поводу думаю. Он этот твит еще заскриншотил, закинул себе в группу ВКонтакте. Там кто-то из его подписчиков, значит, взял мою фотку из Инстаграма, где я с кружкой, пририсовал ей член. Значит, и идет трансляция EA Play в этом году. Коля воплощает свои мечты. Ну, наверное. Вот, значит... Может, ты ему нравишься, Серёж? Возможно, он сохнет по мне, я не знаю. Все возможно. И он, значит, идет трансляция EA Play в этом году, где там, типа, анонсировали и показали этот, Жизнь на острове и все остальное, вот. И когда, значит, анонсируют Мир магии, у Коли начинается эйфория радости. Подожди, красный. Я слышала только первую «с», и потом тишина, все, продолжайте. Вот. У Кои начинается значит... спермотоксикоз. Вот. У него, значит, начинается... Я выдала слово! Сектор приз на барабане, несите мне! Ну вот, у него, значит, начинается эйфория, смех, радость, и просто он начинает орать на весь стрим, типа, о боже, сейчас кто-то сидит и дрочит на трансляции на этих ведьм, опять же, отсылаясь в мою сторону. Опять же, отсылаясь к тому твиту, про который я только что прочитал, про то, что, типа, в каждом выпуске анонируют на ведьм и все остальное. Третий выпад в мою сторону. Как тебе не стыдно? Фу-фу-фу. Вообще, как вот можно, Серёж? Ай-яй-яй. И, кстати, я, подождите, опять подлагала немножечко. Mm-hmm. Все, продолжаем. Вот. Это будет выпад, если считать письмо. У него на трансляции... Кто-то задонатил. Сейчас, подожди, еще лагает. Я не знаю, что, блин, происходит. И главное... Кто-то ты мини-администратор. Я не понимаю, почему. А лагает, почему, неважно, в личке. Тут я перезагружала. Ты по секретам еще написал в эту другую комнату. Сейчас. Продолжай, ой, Серёж, прости, пожалуйста. Угу, да, ничего страшного. Угу. Это, и он, получается, ему на стриме донатят и спрашивают, типа, как ты относишься к Хобо Гевель. Стандартный вопрос, нам все такие вопросы задавали, и как ты относишься, там, я не знаю, к Даше Рейн, там, к Санчезу, ну, и все остальные. И что-то мне... у него спрашивают, как ты относишься к Хобо Гевели. И что-то он вроде как-то так в такой мягкой форме выразился, но в тот же момент, я не сидел в этот момент на стриме, мне просто подруга кидает, получается. Уже, по-моему, стрим был в записи, она кинула мне тайминг. Он там, я уже не помню, что он сказал, но опять это был какой-то выпад про дрочку на ведьм, про то, что, значит, каждый выпуск только, значит, про ведьм, и про то, что я, ну, такой себе персонаж. Я такой, ну окей. И при этом я к нему вообще не боком, ни лесом, я ни лесом. Я тоже не понимаю, зачем. Господь вообще не задом. Как Коля мечтает. Наверное. Ой. Ну. Че? Переходим. Ну, как-то так. Ладно, это понятно. А теперь Лиза. Да, раз уж у нас гости, да. Можно у меня голос такой траурный. Да. Можно я такой маленький переход сделаю к Лизе? Мы буквально за сутки, сейчас даю ситуации, которую она будет рассказывать, за сутки я такой говорю, Лиз, как ты, типа, к Никсфану относишься? Она такая, нормальный челик, ну, типа, все хорошо, мы с ним общаемся. Не общаемся, общались раньше. Ну, да, типа, общались, да. Проходят сутки, и Лиза рассказывает. В общем, давайте я расскажу с самого начала, как все происходило. Это Лизакот. Лизакот. Здравствуйте. Да. Лизакот, канал Лизакот. От этого говорил Хобо Гевели. Когда я зашла в стрим-комьюнити, я
честно верила, вот искренне верила, что здесь дружественная комьюнити. Так все. Что все как... с друг другом общаются, как что все хорошо, что все друг другу помогают, знаете. Ну вот дружная комьюнити. Как потому что это Sims, да, это игра детства. Как особо я подумаю, да? Я тоже так думала. Я еще никогда в жизни так не ошибалась. Ага, ага, пока с хамстером не пообщалась. Вот, я начала снимать, я начала общаться с многими ребятами из Sims комьюнити, пока меня не начали просто втягивать в эти интриги, скандалы и расследования просто практически без моего ведома. Нас реально поссорили с Саламирой. Причем я просто уверена в этом. Я не могу сказать четко, кто человек, который распускал слухи. Там были абсолютно необоснованные слухи, которые и мне рассказывали, и Аламире рассказывали. Кстати, по-моему, тогда все-таки и Кристина была, помнишь? Да. На Крис начинается, на Тина заканчивается. То есть я не могу на 100% быть уверена, но вероятно. Вероятно, нет, это правда она говорила. На тот момент я общалась, можно сказать, и с тем лагерем, и с тем лагерем. Я держала нейтралитет. Человек абсолютно не понимает... Красный. После человек абсолютно не понимает. Сейчас у Джули, наверное, просто жить. Вьетнамские флешбеки. Угу. Потому что ты говоришь то же самое просто. Как так можно жить? Ну ладно, фиг с ними. Я с ними общалась какое-то время, мы играли, мы с ними вместе стримили. Есть реально переписки у меня, то, как там Коля приглашал меня там на стрим по GTA, мы там играли, ну, разные игры. И смотря нашу старую переписку с Колей, все радужно и хорошо. То есть обычное дружественное общение. Я не скажу, что мы были друзьями, нет. Мы были хорошими знакомыми. То есть без какой-то... Ну, реально все было нормально. И вот мне как раз проходит какое-то время, я с этой компанией совершенно перестала как-либо контактировать. Крайне редко я могла поговорить с Женей. Но у меня появились другие друзья, но вокруг общения. Да и я, в общем-то, поняла, что Sims Community... с некоторыми людьми лучше не особо пересекаться, чтобы не влазить в эти все конфликты. Я не очень это люблю на самом деле. Ну, так умно. И проходит какое-то время, мне Сережа спрашивает, как относишься к Коле. Я говорю, да, нормально отношусь. Типа мы раньше общались и перестали общаться. Ну что, бывает такое, да? Ну просто сходит на нет общение. На следующий день я выпускаю видео. У меня в видео всегда есть динамичная нарезка разных скриншотов. Это не мои скриншоты. Эти скриншоты я беру с разных источников. Это может быть... Ну, короче, я просто в Google ввожу то, что мне нужно. И оттуда выбираю какие-то кадры, да, которые вставляю в свои видосы. Мне нужно было вставить видос, картинку с Растаманом. Да, с Растаманом Sims, я имею в виду. Зеленым этим человечком. Я вела Растаман и взяла первую попавшуюся картинку, которая, в принципе, хорошо выглядела. И ставила ее в видос на 0,8 секунд. Аж. Приходит... Как посмело. Да, да, аж на 0,8 секунд, когда видео больше 5 минут длилось. На следующий день я захожу почитать комментарии, думаю, что же там такого? Ксюша, врубай скрины. Да, я все, я вот, вот, приходит. И тут мне приходит приходит сообщение в комментарии под видос. Ксюша. Я все, я показываю. Чтобы вы понимали, миром... дословно. Покойся с миром, шлюха. А потом этот замечательный человек говорит, что... Я процитирую, у меня есть цитата. Бля, я просто сегодня весь день на это потратила. И мне даже не жалко. Сейчас только секунду буквально. Я хочу это найти. Сейчас я даже по фразе найду. В общем, когда мне пришло это сообщение, я просто охренела, потому что на самом деле до этого момента я была совершенно другого мнения об этом человеке. Естественно, я сразу написала ответ. Я не удаляла этот комментарий, это незачем, потому что он тут себя выставил в не лучшем свете, и если продолжатся какие-то конфронтации в мою сторону, у меня будут пруфы прямо на моем канале. Я не удаляла это сообщение. Проходит какое-то время. Ксюш, ты показываешь скриншоты? Да, я сейчас покажу. У меня есть с Кориной группы скриншот.
Проходит какое-то время, не помню, несколько дней, кажется. Я ему ответила в сообщении, да, на канале, прям под комментарием. У тебя, Ксюша, остались скриншоты? У меня именно твой ответ нет, я не засовывала. Я сейчас могу зачитать. Естественно, я все сразу скринила, потому что, это понятно, понимала, да. Что это может исчезнуть, и я никак не смогу это запрофилировать. Ну, если что, у Лизы есть как бы весь доки. Я ему ответила. Где же я ему ответила? Коль, очень по-мужски. Я этот арт нашла на левом сайте, он мне понравился, ни в коем случае не претендую на его авторство. Но оскорблять, серьезно, первый раз мы с тобой разговаривали несколько лет назад, и все было хорошо. Несколько лет назад, я просто забыла, сколько год назад это было. И все было хорошо. Что же с тобой произошло, что ты так обозлился на весь мир и позволяешь себе такое? Это сообщение игнорируется мое, у него запускается стрим, и во время его стрима магическим образом его сообщение исчезает. Мы еще с Сережей по этому поводу обсуждали и просто угорали, что сообщение просто исчезло. Угу. Во время стрима. Я не удаляла, значит, его удалил Коля. Кто же это мог быть? Хотите, я вам зачитаю цитату? Попержу стул, извините. Короче, он... Собственно, попаду, а то я буду... Нет, ты меня пугаешь, ты так замолчала. Не-не, я буду кричать красное. Короче, он говорит, это реально дословная цитата. Это там после 25 минут уже было. В ситуации с Котовой, когда я какую-то там гадость сморозил, и все приняли, как обычно, на свой счет. Дальше он психует, я такой, короче, нахуй, все, больше никому ничего не буду писать. Потом все перекручивается, как... Ну, что там? Как все кому надо. Ты написал «Покойся с миром, шлюха». Есть скриншот. Как это можно перекрутить? И в смысле какую-то там гадость сморозил? Ладно. И... прости. Так он еще, по-моему, после этого Подожди, я сейчас хочу договорить, вот как раз рассказать про сам... Давай. Сок этой ситуации. Хер с ним, с оскорблением. Окей, настроение у человека плохое. Через несколько дней мне кидают скриншот из его группы. Ксюш, есть у тебя этот скриншот? Да, конечно, есть. Я думаю, стоит его взять. Там, где он откровенно... Я же у него в бане, поэтому я не могла делать лично эти скриншоты. Там, где он откровенно агитирует народ кидать страйки. Ты сейчас должен быть такой... Видите, ребят, как там на Ютубе страйки кидаются? Соответственно, в комментариях начался дикий срач. Люди не понимают, что происходит. Кто-то подумал, что я стырила его превью и удалила. Кто-то подумал, что я его видео... Красный, подожди. Все, продолжайте, вроде я слышу На звуки. Меня просто полились реки грязи. Я в шоке сижу, вообще не понимаю, что происходит. Люди просто пишут и пишут. Еще один момент такой забавный. Девчонка, которая очень много лет, которая ему донатила, которая сидела на его стримах, относилась к нему шикарно, просто написала без мата, без оскорбления комментарий. Естественно, он ее банит. Он банит все комментарии, которые против нее, которые против него. Все улетают, естественно, в бан. Да, это понятное дело. Со мной какой-то начался срач, начали писать прям несколько людей из их компании. Я, забила на это все. Все скриншоты с этим срачом есть, там просто грязь, я абсолютно не вижу смысла никакого это все. Лиза, знаешь, какой мой любимый скриншот? Mm-hmm. Я тут себе прибрала. Там, где, идет срач. Артём тут пишет что-то, пишет, я помню, пишет хамстер, Ксения, красотка, ты ли это? Господи, я как раз в этот момент была в Питере, как раз ездила, и мы с Нигой гуляли по магазинам с Машей, с той же самой Машей, с которой мы видели с Кристиной, и мне просто Лиза скидывает этот скрин, и я такая просто, господи, человек реально считает, что мне нечего делать, кроме как ходить и под мужскими никами в
вписываться за кого-то, вот, вот просто, вот, знаете, смысл жизни, серьезно. Да, кстати, вот тот самый геодезист, это Артём. Да, Артём, не благодари за пиар, но если что, знай, что ты моя там тайная личность. Вот на первом, первое сообщение видно, что я хочу пойти в Дискорд, разрулить всю эту ситуацию, понять, что за фигня происходит. Естественно, они отказывают. Пишу, я настаиваю на разговоре в ДС, если хочешь, можешь взять свою группу поддержки, если так будешь себя увереннее чувствовать, мне все равно. Но, естественно, никто в Дискорд не захотел идти, потому что, видно, понимают, что они, ну... Им нечего мне сказать. То, что я взяла картинку, и она мне понравилась. О боже, да, мне понравилась Колина картинка. Я знать не знала, что это Колина картинка. А то есть так же, как я не знала, что это персонажем Сана Чарли, когда была для проекта. А меня хуесосят уже сколько лет. Понимаете, в чем дело? Также насчет авторских прав. Скриншот из игры, даже если он обработан в фотошопе, неважно где, это не является авторским правом. Вот абсолютно не является. Если он сам создал эту модель, да, тогда, конечно. Но это скриншот из игры. Я его нашла в открытом доступе в Гугле. Я была в полном шоке, недоумении. Я поняла все об этом человеке. И больше не хочу абсолютно никак с ним связываться. Мне, в принципе, на этом все. Но короче, в самом начале, подожди, извини, я сразу скажу, а то я потом забуду. В самом начале стрима Коля сказал, что да, я признаю, когда-то он там это говорил, и я токсичное говно. Это не мои слова, это он так сказал. Но потом, буквально, мне кажется, спустя минуту, он произнес фразу, что я никогда не разжигал эту ненависть. Сидят два человека, это даже не то, что мы там, знаете, пересказываем как-то. Сидят два человека и сами вам рассказывают о том, как он никогда не разжигал эту ненависть. Серега, глаголь, что ты там еще хотел сказать? И он еще после вот этого, когда он написал, что тебе покойся с миром, шлюха, он потом еще, по-моему, Лиза тебе написал, что типа это не его слова. Да, он себя в Твиттере написал, что это не его слова, он просто скинул цитату Азали или кого-то, не знаю. Короче, чью-то цитату. Какая разница, цитаты? Это абсолютно цитаты. Не развязывать себе руки, раскидываться этой цитатой. Долбоёб, это судьба. Направо и налево. Я могу тебе сказать, иди ты в жопу и сказать, не надо, не надо исполнять его мечту. Он спит и видит. Не надо. Ну, в общем, в принципе, все ясно и понятно. И ты пропала. И я пропала. Все ясно и понятно. О чем еще можно говорить? Да, лаконично очень. А тут все пишут, на самом деле, про то, что это надо выяснять лично. Мы про лично, ребят, тоже скажем. Не переживайте, мы пройдемся по всему. Да, вот, а про лично. А почему, например, Санчес... Никсфан не написал Лизе лично в личное сообщение? Да, личное сообщение там, типа, написал. Лиз, пожалуйста, убери скриншот им или еще что-то. Он взял просто, пришел да на... Да без проблем бы удалил. О каком личном вообще может идти речь, если люди сами начинают разжигать все это не в личных сообщениях? Он мне публично написал оскорбление, публично написал у себя в группе. Я ему предлагала даже у него в группе пойти в Дискорд, на что он отказал. Он отказал не только тебе, он отказал и мне, когда я его позвала в Дискорд, а он предпочел сначала написать мне кучу всякой херни, а потом еще и забанил меня, лол. Ну, короче, ладно, мы потом к этому еще частично будем возвращаться. Mm-hmm. Давайте теперь по следующим пунктам, потому что ну, реально уже очень долго это тянется. Mm-hmm. Я устала. Да. Полчаса, почти сутки назад. И через полчаса будет сутки назад, как я проснулась. Бляха. Жестко. Да. Ну, это не ладно, жалеете Аламиру, да. Никто не жалеет. Че, теперь про подкаст будем? Во-первых, ребятам спасибо, что пришли, что сами это все рассказали. Угу. Вот, надо было, правда, еще пруфы по Сереже подготовить. Угу. Но как бы что-то мы не подсуетились. Угу. Ну вот, если что. Если кому надо, я все могу скинуть. Опять же. Угу. Опять же, если кому надо, заходите в твиттер к Санчезу, и там все есть. Кому Санчезу?
Ой, я чёрт путаю, Никсман. Да, чёрт. Тут у тебя только Санчес в голове только. Шалун, иди своих ведьм снимай. Да, всё, предрочно ведьм. Всё, иди, фу. Бесстыдник. Я сейчас как раз снимаю видос про КД для ведьм, ну ладно. Да, всё, вот идите, смотрите. Знаете, ребята, мы бы не выносили это всё на всеобщее обозрение, если бы... Они не начали вносить это. Если бы не ставили палки в колеса, если бы не было какого-то, не знаю, давайте пойдем, и неважно, за глаза, не за глаза, возьмем, обосрем. То есть мне реально помешали, например, заниматься своим делом, то есть выпускать проект. Типа, серьезно. Типа, мне надо промолчать? С чего бы это? Я хочу, чтобы моя аудитория была в курсе. Все, давай дальше, потому что у нас, во-первых, там большая тема инцеста. Да, мне да, да. Целых несколько абзацев надо сказать. Аж. Аж. Вот. Нет, ты, кстати, можешь сказать. Все хорошо с Санчесом, успокойтесь. Это я перепутал Никсфана с Санчесом, да. Мы, кстати, очень хорошо общаемся. Ну, в смысле, мы не дружим, что пиздец, но я лично. Но мы нормально, нейтрально общаемся. То есть, если меня, например, позовут играть в PUBG, вот, или там в ДБД, и там будет Санчес, я с радостью, в принципе, пойду. Нет, к Санчесу никаких вопросов, тут сразу пишут... Санчес ни при чем, просто Сережа. Ни при чем, он не при чем. Сережа говорил. Я про Никсфана говорил, да. Да, оговорился. Да, так что. Санчесом все хорошо. Инцест. Нет, подождите, мы говорили про подкаст. Тема подкаста, как бы основная причина, почему я выпускала, не потому что, как мы уже говорили, хайпануть, потому что надо было донести до людей причины, по которой я так долго отсутствовал на канале. То есть это одна из, важная, я считаю, была причина, нихера себе. Ну да, то есть никто не посвящал им отдельно целого видео. Да, ничего да, такого да. не было, Ксюша, блин, полвидео. Конечно, я сидела, сидела и думала, блин, почему бы мне не снять видео про Никсфана и компанию, вот почему бы? Да. Серьезно? И якобы про манипуляции. Это то, что вот она там, значит, рассказывала сначала про личные проблемы, потом про выгорание, или ты наоборот рассказывала, а потом, значит, приступила сразу же к письму. Короче, все, что было до, это типа ты манипуляция. Ты чё, Аламира, я же развёнка, которую убил муж, как там рассказывают. И не важно совсем, что я, возможно, это я, блядь, била мужа за то, что он сказал, моя любимая шутка сегодня, извините, за то, что он сказал... Нет, не надо. Ксюша, держи себя в руках. Хорошо, хорошо, все, я не буду. Да, с чего взяли, что вообще рукоприкладство было ко мне, алло. Вы меня видели? Я сама, блядь, кого угодно угандошу. Инцест — это... Дело семейное. Да. Даже не то, что, знаете, дело семейное. Я думаю, что сначала Ксюша выскажется, или сначала я. Не то, что мне больше... Не, Аламир, мы сегодня с тобой обсуждали, честно, мне понравилось, вот как ты выражала свою точку зрения, честно. Департамент? Да, департамент. Я так заржала, это капец. Значит, там вся компания вот Никсфана и Ко, и их модераторы, и очень рофлят на тему того, что Ксюша, типа, очень большая любительница инцеста. Знаете, да, как большая. Бы? Стрелочку у меня даже брат и сестры, извините, нет. Легко можно повернуть. У нас тогда Коля, любитель гейских отсосов. Стой, красный! Сейчас! Любители гейских отсосов. Да. Нет, это при том, ну, как бы, я не против ЛГБТ. Вы еще в будущем в этом не раз убедите. В смысле? Я вообще против... обожаю ЛГБТ. Я не против поднятия каких-то острых социальных тем, если с этой, ну, смотреть на это все именно с точки зрения авторства. Я как автор всегда за то, чтобы у авторов была свобода выбора тем. Тем. Это не значит, что кто-то на чем-то помешан. Не нужно все грести на себя и говорить, что у меня есть сестра, и я никогда. Блин, это очевидно, что многие никогда. Ну, это... ну, все на этом аргументы, все, ну, типа, ну, не нужно это так преподносить, что это прям все такое ужасное. Давайте возьмем законодательство. Мы русскоязычные, возьмем русскоязычное законодательство. Пропаганда гомосексуализма — это статья КОАП 6. Какая? 21? 12? 7. Я думаю, они потом уточнят. А инцест с законодательной точки зрения, внимание, не запрещен. Запрещены браки между инцестниками. Так это все просто порицается обществом. И порицается обществом это по понятным, блин, причинам. У меня тоже есть младшие сестры, даже если бы они...
старше, в смысле, одна младше, одна старше. И если бы они были парнями, и вот это вообще не смотрю в их сторону. Вообще. И мне кажется, у многих так есть там братья, сестры. Но вы понимаете, что ну, это элементарно. Я смотрю на это еще раз исключительно с точки зрения истории. Он рассказывает свою историю. У такие персонажи, да. Ксюша рассказывает свою историю, у нее такие персонажи, да. И это, блин, все нормально. Ламира, подожди, красный. Он, Ксюша рассказывает свою историю, он рассказывает свою историю, это все нормально. Вот это последнее, что прозвучало. Все, я могу еще раз? Да. Меня просто напрягает какое-то вот лицемерие в этом вопросе. У него контент не детский. Давайте будем откровенными. Это не детский контент. Но он бравирует тем, что аудитория у Симса детская, во-первых. Я не знаю, это он, наверное, на свою статистику смотрит. И, значит, Ксюшу чморит с точки зрения того, что... Дети же смотрят. Блин, ты снимаешь далеко не детские проекты, но пытаешься быть, значит, таким морал-флагом, который вот топит за детские проекты. Мне кажется, если ты вступил уже на эту скользкую дорожку, то не нужно прикидываться всей вашей компашкой, такой, знаете, департаментом по защите семей. Анти-инцест. Анти-инцестная коалиция, блин. И еще, причем приплести сюда деревню, приплести сюда животных. Мне кажется, знаете, нужно всю жизнь очень упорно игнорировать книги, чтобы не знать про ту же Клеопатру, которая вышла за подряд братьев младших, чтобы не знать про того же Дарвина, который женился на двоюродной сестре, чтобы не знать про Эйнштейна, который женился на кузине. Что я на каждом слове запинаюсь? Как речь о бабах, так я все... Уже нет. Петр Третий. Животное из деревни. Просто иди нахуй, да, как бы. Тот же Байрон. Вот реально, если они не знают о том, что в истории огромное количество, в принципе, случаев инцидента, очень маленькое в сравнении со всеми остальными парами, понятное дело. Это порицается общество из-за проблем с генетикой, с этим вообще шутки плохи, мы это все прекрасно понимаем и осознаем. Но, блин, он что, зайдет в общественную библиотеку, если там будет какой-нибудь роман или какая-нибудь историческая книга про Клеопатру, он что? Порвёт её такой, дурак! Это принцесс! Есть же какие-то там, я не знаю, художественные фильмы на эту тему. Он что, я не знаю, как я же сегодня сказала, в кинотеатр зайдёт с топором? Зарубит оператора, смешина! Зарубит кинотеатр. Что за бред? Ну, нужно быть в вопросах потолерантным. Да, более толерантными, я тоже согласна. Не ок. Это не ок. Не, пожалуйста, не спите со своими братьями и сестрами. И уж тем более со своими... Очень сильно бесит этот момент, то, что сначала он говорит о том, что он весь такой токсик и прочее, потом он говорит, нет, это мне нафиг не надо. Да, подождите, красный. Это мне нафиг не надо, на этом остановилась. Ланнистеры одобряют. Ланнистеры одобряют. Я надеюсь, он игнорирует престолов и не смотрит, и не читает. Я не знаю, на чем я остановилась. И продолжала бы вообще на Игру престолов. А закрытие. Это из-за Никсфана такой плохой конец. Они решили убить их! Что за спойлеры? В смысле? Все, я ухожу. Тут он говорит, что он токсик, тут он говорит, ему все равно. Здесь он начинает снимать по поводу ЛГБТ, по поводу стриптизерш и прочий контент, который реально 18+, ну окей, 16+. И тут он начинает придираться к такому же контенту Ксюше. Ну, это очень двулично. Это кажется. Кто-то, по-моему, в чужом глазу соринку видит, в своем бревна, дерево, сука, не замечает. Ну вот, ну правда, ну, я бы поняла, если бы одна Чарли за это топила, что кстати, вот. Кстати, я почему-то была уверена, учитывая то, как Хамстер меня так от ее лица хуесосил, я, честно говоря, думала, что инициатором основного письма и вот конкретно моего присутствия была она. Для меня, честно говоря, было открытием, когда этим человеком стал тот, с кем я даже не разговаривала ни разу. То есть вообще незнакомый мне человек. Ну вот, короче, претензии, потому что там топит Чарли, это ок, Пяти Доли тоже снимала проекты 18+, и, ну, почему вы предъявляете, когда у вас у самих рыльца, блин, в пушку?
Ну, серьезно. Пускай одна Чарли предъявляет, пускай она за это топит. Но не вы! Посмотрим, когда у него монетизацию на канале снимут, вот тогда он еще запоет. По-больному сняли? За... Да, по-больному. У меня сняли монетизацию за выкид вымес этот гребаный. На что написал этот YouTube, потому что, типа, за попытку вызвать у зрителей сексуальное возбуждение. Нихера себе, Серёж, что ты творишь на своем канале? Ты маг точно, пожалуйста. Это ты научил их читать по руке? Конечно. Да, все же вот на ладони. Они же все видят. Хироманты. Цыгане. По золотирочку красота. Не надо, блядь, моих цыган обижать. Нет, ну, как бы вообще никаких вопросов. Если что, это устойчивая ассоциация, как бы, знаете, местный фольклор, так скажем. Каждый снимает то, что он хочет, то, что он считает нужным, и... Если это не переходит границ... Блин, залагала опять, ребят, подождите. Если это не переходит границы... О, да. Если это не переходит... Зоу, как у нас уже были некоторые... Ну да, зафилия тоже это такая... Да, я видела, да, зафилия была, да. Прочее, просто грязь, которая была на просторах Sims Community, к сожалению. Нужны границы какие-то... Блин, у меня кошка с ума сходит. Нужно же думать головой. И если ты снимаешь какой-то контент по Sims, снимай. Зачем ты лезешь кому-то на канал своим ног? Да. Ну, это да. Я тоже не понимаю. И он такой, я люблю смотреть чужие. Смотреть мне интересно, что у других коллег. Да без проблем вообще смотри. Ну, просто не предъявляй, когда тебе можно за то же самое предъявить. Еще раз, мы не против тех тем, которые ты поднимаешь. Мы как авторы, я как автор, давайте я буду говорить за себя, вообще за свободу. Типа, это не нарушает правила Ютуба. Все, чего ты доебался? Отстань уже! Но он, по-моему, это же и говорил, что, типа, он смотрит... А, он решил посмотреть Лизи на видео, пока там что-то ел попкорн или что-то, короче, пока-то... Да, было... они, типа, она написала, что, по типу, они садятся кушать и смотрят какие-то видосы, чтобы поражать. Боже мой, да. Какое смешное видео! Что же делать, если скучно? Камеди Клаб в реальной жизни. Камеди Клаб, да, бога ради. Какое у тебя чувство юмора, что ты ржешь над этим? Да, боже, Ксюш, включи, пожалуйста, в пятом пункте третий... скриншот, это по поводу того, что они сомневались, что была какая-то вообще проверка. И была ли. А проверка вот того, что типа летсплея моего? Да, это третий скриншот. Просто, вот, да. Например, я, когда там мне, висит, не да. знаю, там скучно или еще что-то, я сажусь чтобы закрыть вопрос, смотреть да, сериалы, а не чьи-то летсплеи. Или не... Да, кстати, извините, вы опять залагали. Я тоже, кстати, мне вообще некогда смотреть чьи-либо стримы. Я максимум могу зайти к какому-то знакомому, поздороваться, пожелать ему удачного стрима и уйти. Все. Ну, не знаю, я говорю, опять же, Блин, подожди, Серёж залагал. Еще раз повтори, пожалуйста. Я говорю, я когда-то мне скучно или еще что-то, я смотрю сериалы, но не чужие летсплеи. Или хотя бы там раз в 100 лет включаю телевизор. Блин, ты когда варишься в этом всем, у тебя нет даже желания, да, лишний раз смотреть на эту игру, потому что ты сам слишком много... Блин, что-то она все больше и больше залагивает, начало, Лиз, тебя опять не слышно, я сейчас просто пока налагает, добавлю, что когда у тебя, ну, по сути, все твое игровое время это работа, то, знаете, когда эта работа заканчивается, то есть я, например, для себя вообще не играю, то есть я за кадром, геймплея у меня нет. И в смысле, а зачем мне смотреть, приходить кому-то геймплей? Серьезно, типа, я что, ебубо? Ну что вы, в смысле, меня сидите, обсираете? Я могу... Я, во-первых, могу поиграть за кадром, я могу пойти посмотреть тоже Creamy Moon, я могу тоже посмотреть Джу, могу посмотреть Риту, и это единственный симри, потому что, ну, еще есть сестру. Не, ну за Юлю я согласна. За Юлю я согласна, вот. Я начинала смотреть. Я не пойду к Никс Фан, я вообще, в принципе, не пойду к человеку, который мне неприятен, чтобы что-то там порофлить. Блин, у меня, видимо, юмора. Мне там рофлить. Я потом еще отдельно скажу, потому что отдельно была ситуация в Твиттере, где они очень миленько решили, значит, они. А потом такие, а почему Ламира решила, что это про нее? Я вообще в душе не ебу.
Вот серьезно. А еще же сколько раз были у них ситуации, когда они вроде как типа дружат, общаются, а потом идут в Твиттер, друг друга обсирают с ног до головы, а потом типа поругались, потом через пару месяцев, хоп, они опять общаются. Такое странное. Ну это как бы ладно, хрен бы с ними, это их личные там кулуарные дела, хотят друг друга обсирают. Когда себя опять продолжать общаться с человеком, ну такое себе. О, мы сказали... Это такой токийский дрифт отходит. Я не знаю, что здесь происходит. Реально, сейчас движу, закину. Так, про инцест мы сказали, я надеюсь, на этом тема закончена. И они больше не будут бравировать чем-то. Все скриншоты... Четвертый скриншот, пожалуйста, включи. Это то, как они преподнесли в письме серию. Угу. Они... Я посмотрю на это письмо. Короче, явно... Нет, там просто скриншот. Там скриншот именно. Они явно, короче, путают Габи с... Вот с Даяной, да. Да, секса между Габи и Джорджем не было. Да. Ну, не было. Почему у них... Они несколько раз останавливались в том пункте, что почему любовь равно ебля, почему, значит, что там еще? Ну, короче, что-то еще равно ебля, у них на ебле. Они, короче, они не знали просто, что элементарно, что между Джорджем и Габи секса не было. Да, ну, то есть, и преподнесли главное в письме так, как происходит, вот именно секс между ними. Да, то есть меня вот, по сути, обвинили, основываясь на том, что не является, ну, суть доказательством. Это, конечно, был лол, да. Я когда увидела обложку, которую преподнесли, типа, как что это брат и сестра, и, типа, знаете, еще перевели, типа, уточнили, ну, типа, лол. Если бы я посмотрела такой скриншот, и мне бы подписали летсплей, я бы тоже подумала, что там конкретно показывает вот это вот, как брат трахает сестру. Конечно. За это... Почему бы за это не топить? И главное, это мы потом перевираем факты. Мы, значит, выкручиваемся и Юли. Заебись. Мне очень нравится. Вообще никаких вопросов. Теперь по поводу злых сучек. Угу. Вот и ты, когда мне сказала, что ты поднимешь эту тему, вот то, что мы с тобой помирились, я сказала, мы помирились 2 года назад. Да, кстати. 1 год и 9 месяцев, если кому-то нужна прям точность. Это не так, что мы такие, значит, сейчас взяли и начали резко дружить. Мы вообще не начали резко дружить. Начнем с этого. Мы как, не резко поругались? Блин. Так же мы не резко дружились. Да. Нет, у нас ругань была, кстати, очень клёвая. Мы так друг друга в личке. Это надо обязательно сохранить. Но в личке. В личке. А потом, значит, потом всё. Они там что-то говорят, что мы скандалисты. Да, потом всё, короче, развод, удалить друг друга из друзей, заблокировать. Не как удалить из друзей, заблокировать все связи. У нас такой локальный мем ходит. Вот, ну, Лиза поняла сразу, что это я про Вовочку. Вот, и получается, мы с тобой, Аламир, сколько не разговаривали? 1.5 года, да, где-то, по-моему? Ну, наверное, короче, да, мы очень долго не... У нас не было повода, на самом деле. Вот эта компания, она, значит, апеллирует тем, что у меня, значит, связи практически интимные с комьюнити-менеджером. Ай-яй-яй. Да, с учетом того, что я в Хабаровске. Вообще не знаю, где. А, в Москве? В Хабаровске. В Хабаровске, попрошу. И что это я еще хотела сказать? Мысля? Ну да, что типа вот так случилось. А-ля-ля. Как могло? Слушай, я не... И они даже не представляют, мне в этом вообще подсобили. Да, я даже не пыталась с ним дружить, не пыталась... Ну, вообще. У нас не было причин целомира наладить это отношение. По сути, нам дали эту причину. Потому что когда вот эта вся дичь началась, то есть, когда я выяснила. 2 года назад. Да, почти 2 года назад, да. Когда вот это было письмо написано. И представьте, просто мой шок, вот степень моего охуения, а Ламира, она такая категоричная, она, если все, блядь, если пошла нахуй, то пошла нахуй, все, она мне в бан такая, на! Я такая, а я еще более гордая, я тебе даже добавлять в бан не буду. И то есть у меня была как бы, она мне не была в бане, и тут, представьте, мое удивление, когда я вижу просто надпись, вот этот весь пиздец происходит, у меня, короче, истерика, я понимаю, что какой-то пиздец происходит, что написали письмо, а я на тот момент, надо тоже уточнить, его не видел, то есть я не видела содержание.
внимание. И мне так я еще... Я до сих пор его ни разу не видел. Я тебе могу скинуть. Короче... Ну, раз и я... пошло, да, да, да. И я не понимала вообще даже, что. Но я понимала, мне менеджер сказал, что там такой какой-то пиздец. И что вот, типа, тебя упрекают в том, что, типа, ты занимаешься пропагандой инцеста. И что вот так вот, вот так вот. И я такая думаю, боже, а я же не знаю, что там написано. Я думаю, ебать. Что там написано? Всё, я уже мысленно проект похоронила просто. И тут, короче, происходит следующий трындец, когда я сижу ВКонтакте, и я просто вижу надпись «Аламира Геймс кинула вам заявку в друзья». А у меня личка закрыта уже 3 года. То есть, чтобы до меня дописаться, мне сначала надо добавить в друзья, а потом я должна вам еще личку свою открыть. То есть, недостаточно просто добавиться ко мне в друзья, я еще должна открыть личку. Но я сначала подумала, что это какой-то фейк. А он говорит, я отвечаю, я сначала не поверила своим глазам, потому что мы расстались на «пошла нахуй, да пошла нахуй», вот, вот просто цитата. И я понимаю, что если Аламира вот просто без причины добавляется ко мне в друзья, даже несмотря на гордость, на какие-то разногласия, значит, реально какой-то, блядь, произошел пиздец. Я не стала там выяснять каких-то там, у нас не было такого типа, что, ну чё, спустя полтора года, чё, сучка, пожалела своём поведении, такого не было, мы сели как взрослые люди сразу, так, давай по делу, чё, и вот так вот, чё ты будешь делать, я говорю, да я, чё я могу сделать, я говорю, сейчас не занимаюсь каналом, и как-то вот разговор по делу плавно перешёл в разговор, а чё мы вообще поругались, да вот было то-то-то, ну да, было, ну, лично, типа... но я так быстро забыла причину. Так я тоже не помню, я тоже забыла причину. Честно, я вообще не злопамятный человек. Я помню, это что надо, не... надо обижаться. Да. Нет, мне надо конкретно, вот знаешь, так плюнуть в душу, чтобы я прям это запомнила. Это надо уметь. Так, нет, у некоторых людей это получалось. У тебя, Аламира, еще пока так не получилось. Чтобы я прям запомнила, обиделась, прям, что пиздец. Ну, мы один раз с Ксюшей что-то поругались, я не помню даже. О, у нас с тобой просто вышло тоже недопонимание. О. Там вообще, по сути, у нас не было никакого причины ругаться, по-моему. Угу. У нас тупо, короче, с тобой произошло недопонимание, потому что я не буду говорить из-за кого, но ты, думаю, понял, короче, из-за кого. Ну вот, да. Вот. И это вообще даже не наш конфликт был, можно так сказать. Не наш с тобой, угу. Просто, типа, как одно прилагалось ко мне, поэтому, как бы, типа, за базаром отвечай. Как говорит обнажу. Во, и они, у них, короче, там было момент, что помирились, несмотря на то, что ненавидели друг друга. Ненавидели. Мы, конечно, ну реально хуями друг друга послали, но причины нашей ссоры, блядь, ну это такое... Ну что сделать? Мне было 19 лет. В смысле, когда ЧСВ и ЧСВ, когда делают совместный проект, это очень сложно, знаете. Это сложно, это сложно. Вытерпеть друг друга очень сложно. Мы с Аламирой месяц практически жили друг с другом. Знаете, как мы друг другу надоели? Да, это вообще... Просто по 14 часов в скайпе. На тот момент еще в скайпе. Нам надо готовить проект «Аламира», я тебя ненавижу. Да. Я успею сделать свой план. Нет, давай быстрее. Нам надо создать весь город. Нам надо продумать каждому историю. Короче, ладно, подожди, мы сейчас... По вампирам, а у нас как бы тут вообще тема стрима. Так что, блин, ну это не значит, что мы ненавидели друг друга как-то. Да, мы поругались. Блин, вы там у себя тоже постоянно ссоретесь. Ну это же не значит, что мы ненавидели друг друга. Мы бы не помирились, скорее всего, если бы не да, вы. Если были бы реально, не, если бы не ваше письмо, у нас бы просто, ну опять же, не у меня было повода. Причина, но как тут пишут, благодарен Коле за то, что вы помирились. Да, вот я тоже. Просто 1000 благодарностей за то, что вы такое сделали. Угу. Ладно. Про интимную связь с менеджером, как же. Ну это же я буду говорить потом уже у себя. Мы давай... Это... Так, с ручек берут ключи. Они, значит, попали в геймченджер после Тони и вдруг поверили в себя. Они решили, что они выбраны. Подожди, подожди, Аламира, надо это уточнить. Всё. Подожди, извини, что перебила, во-первых, ты залагала. Надо объяснить, что кроме письма, для того, чтобы, скажем так, утвердить свои позиции, они еще отправились в московский офис да. Я, еще лично вот пригрозить пальчиком, типа... Ну, а вам дошло наше письмо или нет? А то вдруг... Блин, ты меня с мысли сбила на самом деле. Прости, пожалуйста. Что я там говорила? Ты говорила про Тони и про то, что их приняли в Game Changers. А, вот, значит, добавили в Discord, и они очень сильно в себя поверили, решили, что остальные... Кимера это так, челядь какая-то. Чарли себе позволяла высказывание, типа, да они все там...
чатике, я даже, знаете, процитирую, вот реально, чтобы не добавить, скажу вот точно, как говорила она. Только найти. Вот. Те, кто состоят в беседке, они в основном подлизывают друг друга. Сказала Чарли. Про подлизывают друг друга. 30 человек в беседе, почти 30. Боже, как мы там все облизываем друг друга. У нас на самом деле там вообще просто рабочие отношения. Там говорим там про баги, еще общается, про общается, а лично. Ну там время от времени писать боишься. Ну на самом деле, мне кажется, у всех такое есть, что ты такой, ой, блин, хер. Это рабочие беседы. Лучше промолчу. Там общаться, там идет общение по конкретным темам. Единственное, вот реально сейчас стало полегче. Сейчас все прям оживились, все что-то пишут. И как бы это ок. Но, блин, опять же, только по рабочим моментам. И касательно самого геймченджерса, очень важно. Он сам, ну, сайт с личными кабинетами ченджеров существует. Ну, там, у меня, когда я туда захожу, обычно пишут 500 с чем-то дней, то есть полтора года. И в течение там нескольких месяцев очереди туда добавляли всех. Никто с ручек ключи не получал. Все, кто есть в беседе, стоят в геймченджере. Все. Ну, подожди, уже похуй, ладно. Отстаньте. Блин. Подожди, стой, стой, стой. Залагала. Сейчас. Все, сейчас. Оно. Говорю, такое самомнение, что они, значит, ты все замечательные. Они-то истинные геймченджеры. А вот остальные это просто, я не знаю. Мне, честно слово, обида за симеров, потому что никто им ничего плохого не делал. Угу. Вообще никто. Ладно, там еще мы, твари такие. Заживо закопать. Ну, а себе это я еще потом отдельно поговорю. Как же, куда же я без тебя? Без тебя. Еще и видите раздвоение личности. Вообще, у меня полный. Так что не беспокойтесь за других симеров. Я потом в самом конце, на самом деле, приведу пруфы того, что идет речь о том, чтобы добавлять остальных. Не получилось сразу, потому что начал офис валиваться и вся вот эта херня. У нас сейчас, да, происходит расформирование. С геймченджером у нас реально очень странная фигня. И я говорю, я запруфлю, мне вообще не сложно. Так что не надо там говорить, что симеры какие-то не такие, что-то они там друг другу подлизывают. Как бы, может, они по себе и судят. У нас чисто рабочие отношения. Жаль их расстраивать. Но как бы опять они там себе что-то... Сам... так, разница между ключами для розыгрыша и доступа. Значит, подожди, пролагала, я еще раз продублирую. Разница между ключами для розыгрыша и раннего и доступа. Не вот понимает. Окей, я объясню. Мы вообще сидели, Андрея пытали, на самом деле, прямо до этого стрима. Что, давай нам по пунктам. Так вот, они, значит, бедолаги переживают, что вот эти ключи, которые должны были уйти им, ушли на розыгрыш. Так вот. Алмира, если ты что-то говоришь, красный. Ну, так вот, и тишина была. Ну, блин. Короче, ключи для розыгрышей и ключи для раннего обычные доступа. На розыгрыше. Для раннего доступа. Все, у меня уже мозг такой. Я слишком ты долго не спал. Ты еще Дискорд подводит, прости, пожалуйста. Я не вот. Это разные вещи. Ну, типа, там никто не разыгрывает ранний доступ. Ну, типа, это супер очевидно. Вообще никто не разыгрывает ранний доступ. И коды на розыгрыш в официальном сообществе... Это не мне коды, а это коды официальному сообществу. Это вообще не было никакого пункта подписаться на Аламиру, поцеловать ее в попу и дуть, пока, не знаю, не начнется астма. Не было таких вообще критериев, как бы. Это просто ключи от официального сообщества, которые специально заказывались под розыгрыш. Тем более, и когда всегда. Ты активируешь код с ранним доступом, первое время в Origin он пишет, ну сейчас, по крайней мере, после этого, после Маскина, там типа pre-order, он всегда подписывается как pre-order, типа ранний доступ. Ну вот, короче, что я там опять говорю? Меня перебивается. Разные это вещи. Никто ранний доступ не разыгрывает. Ваши ключи персональные не... Вам же, блин, ответили, что вообще просто не хватило. И ввиду того, что вы были не очень активны, ну, вам не дали. Ну, как бы, извините. Давали тем, кто активничал. Если мне сейчас скажут, иди-ка ты нахуй, Аламира, ничего для канала не делаешь уже последний год, я пойму.
не буду, вообще никаких у меня вопросов не будет. С лета, когда сам стринжервили, по-моему. Я не стрим... Ой, Ламера, подожди. У меня нет на канале, бывает. Что, опять пропадает? Не-не-не, это даже не пропадает, тут как будто интернет провисает. Я не знаю, может, у меня сегодня какие-то сбои с интернетом. У нас просто сегодня ноги пропадают. Потому что я не знаю, как объяснить вот эти все перебои. Вообще. Ну, дудосит. Ну, дудосит, серьезно. И вы меня опять перебили, боже. Что с вами не так? Все уровни общения, потому что похвалили, сказали, что нормально вообще перебивают, все эти некультурные, вот и собирают этих симеров, а потом говорить не дают. Ребят, хотелось уточнить один момент. Не опускайтесь, пожалуйста, до оскорблений. В смысле, мы? Кто? Нет, это я чату пишу, говорю о том, что да, произошел конфликт, но не опускайтесь до оскорблений этих людей, если у нас с ними произошел конфликт. В этом нет никакого абсолютно смысла. Мы просто пытаемся объяснить реальную ситуацию с нашей стороны, как это было. Нас оклеветали, мы объясняем. Не скрываем. Ну, реально, прям вообще без стеснений каких-то. Так что, короче, вот. Вам объясняли, что да, случилось. Блин, и мне вот я реально не понимаю, Чарли. Да, хорошо, я все понимаю, ничего страшного. И на стриме она говорила, что ой, боже, какая же жизнь. Бляха. Красный, ребят. Все? Не знаю, мне кажется, всё, может, это знак всё. уже всем помочь. Может, нас кто-то просто пересоберет другой, а не Ксения? Так, да, там в Дискорде лагает, вам слышно хорошо. Именно у меня почему-то какой-то сбой. Реально, блин, суммы дудосит, блин. Что за фигня? Останьте от моего города, блядь. Отстаньте от моего интернета! Принесите интернет святой воды! Принесите, пожалуйста. Ну, короче, они говорили, что ключи им не давали, хотя ключи им давали. Да, это был не ранний доступ, но ключи им давали. Типа, давали сразу же, как они... Вот серьезно, они правда думают, что сидит такой комьюнити-менеджер до письма и такой, ой, не дам, Чарли, ой, не дам пить доли. Так... Да, у него просто не было повода для того, чтобы... Да. Их как-то ущемлять. Ко всем относились реально одинаково. Сейчас-то, конечно, к вам очень предвзято относятся, и, знаете, это очень странно. Постит, значит, жопу у Коли на странице, он самостоятельно с подписью Андрей, а потом удивляться, что почему-то предвзятое отношение у комьюнити. Я бы тебе голову сломала, честное слово, за такое. Ну такой, сука, детский сад. Ну это вообще две извилины, блин. Ну, я не знаю, как так... Блин, такое ощущение, что этому человеку не 20 лет, а 5. Жопу, блин, рисовать. И причем все таким занимались, да. Только он. Но в остальном... Я не знаю, нужно ли мне вообще тут что-то пояснять, что-то говорить. Ну, когда, получается, меня брали в Games Changer, типа, мне полгода не выдавали ключи раннего доступа. Мне давали ключи уже по выходу контента. Ну, я не знаю, как это... И вот правда, они, короче... Да, Серёжа сидел и работал. Работал, да, и сидел, и не жаловался. Угу. Они, короче, думают, что я, знаете, такой серый кардинал. Доктор зло. И я что-то там решаю. Мы, на самом деле, Ксюшей закончили. Мы перешли к части. Еще раз, мы закончили. Что, пришли к какой части? Еще раз. К моей уже части мы пришли. Наконец-то. Все, с тобой там уже закончили. Да, наконец-то. Тоже. Доплыли. Вначале говорить. Блять. Коля очень замечательно начал с истории о том, как он со мной познакомился. Тут важно вообще отметить, что я сидела и такая, что, блядь? Что? Я вообще не помню этого человека в этой ситуации. Вообще что? Ну, то есть, вы понимаете, это... Какой-то там маленький канал. Что ты сказал? Коля, главное, это очень все по-свойски, я бы так сказала, преподнес. Смотрите, что он говорит. Сейчас найду. Мне опять же тут много всего. Боже, как все капец. Короче. Что он начал с Фридмана? Постоянно Фридмана хочется сказать. Так, ну, что там у нас по скринам? Же, по Фридману и по скринам. А, сейчас я тебе скажу, сейчас я тебе скажу. Просто скажи номер, и все. Нет, там я хочу будет. Именно, ну, процитировать его, как он это преподнес. И потом уже, разумеется, показать то, как это было в реальности. Знаете,
ожидания, реальность. Они ничего вообще по факту про меня там не сказали. Один что-то придумал, другой такой, да-да-да-да-да, она вообще очень корыстная, и все. Так, ну это же вторая, что-то еще до... Боже, просто... Так. Чтобы уже не... Мне нравится, как мне чат подсказывает периодически. Красный-красный пишет. Только, знаешь, какая-то тишина или что-то красный-красный. У нас теперь будет такая новая игра. Залагал, крикни красный. Все. Зато, кстати, все будут сразу понимать, если какой-то сбой в звуке. Как я? Да, как я раньше до этого не додумалась. А, вот. Он, короче, вначале сказал, что чувствовал какую-то ёбнутую неприязнь. Типа, от меня он что-то ощущал. Это из разряда, блин, у меня есть суперсилы, и я что-то ощущаю. А, также он, вот прям цитата. И я поругался с ее другом Фридманом. Назвал его крысой, а он крыс. А потом внезапно пришла Аламира и такая, ты назвал моего друга крысой, как ты смеешь, бля. И я сейчас скажу, какой скриншот. Сейчас, Ксюша, подписывали вообще мои скриншоты? А, да, есть это, конечно. Они же у меня все есть. Ну, первый, собственно, включай. Угу. А какой номер ты мне вообще скажи эту сцену? А сейчас тебе номер. Да, восьмой. Восьмой? Угу. Да. Угу. Да, все правильно. Нет, все правильно, если что, я правильно открыл. Короче, я тебе рассказываю, как было. Во-первых, я эту историю даже не вспомнила. Вот я даже ее не вспомнила. Для того, чтобы вообще понять, о чем он говорит, мне пришлось залезть в старые переписки 2015 года и просто охуеть. Короче, ситуация была такая. Какая-то Настя, я уже даже не помню, какая вообще, хуй из Насти, решила, что Игорь нажаловался про нее на мне. И, короче, я из-за этого от нее отписала. Вы, блядь, просто осознайте всю степень абсурда. Я из-за этого от нее отписалась. И я такая, типа, что? Я на нее даже не была подписана. Они мне тут, короче, вот я пишу, и тут мне пересылают вот эту переписку, и я не вижу этой переписки, я не знаю, о чем там речь. А, я вообще в ахуе, и я вот первый столбик, финал. После этого всего я сама решила написать вину. Торжества Коли, а потом и этой Насти. Но она меня торжественно проигнорила. В общем, посчитала нужным, что тебе... Красный. Аламира, красный. Ну, что, восстановилась? Да. Вот. Что, короче, он меня против кого-то... Я решила, что ему это нужно. А то что-то там кто-то что-то напутал. Классно, я вообще писала. Любовь ко мне. Сколько мне там было лет? 18. Чё, и пиздят наглым образом. Пиздят, читаю. Про пиздят наглым образом. Когда они пиздят наглым образом несуществующие подписки Аламиры. Боже, сюрреализм какой-то. Это точно магия, ёпта. Ну, короче, вот. Ну, блин, у меня нет переписки в школе вообще. У меня нет такого диалога. Я вообще сама так себе подозреваю, что там была какая-то группа с вот каким-то их там личным срачем. И я туда пошла и в комментариях написала. Ну, что это вообще за группа? Я в душе не ебу, простите. И я не писала. Я не думаю, что правда я писала, типа... Ой, бля, чё, как ты смеешь? Еще таким голосом надо прочитать. Как будто я быдло, блядь, какой-то с района. Может, я и быдло, конечно. Но я все равно так не говорю. Я написала Коле и написала наверняка о том, что, бля, я никогда не подписывала человека. Все. Я думаю, правда, на этом все. Если вдруг Колечка может пруфануть обратно, я сама на это с радостью посмотрю, потому что я не нашла никакой группы, никаких ссылок в диалоге нет, ничего такого нет. Потом, значит, вот эта ситуация про Жеку, что там, значит, у нас был кооперативщик с новогодними аватарками. С Женей, еще раз, этот вопрос решен еще в том же, может быть, в следующем или через один, то есть максимум 2017. Там это было все решено. В 2019 я не вижу смысла решить, доказывать. Сам факт, Коля, значит, я надеюсь, это выделила. Я сейчас... Да, я выделила. Он
Значит, сказал про новогоднюю аватарку, почему ты этим занимался, Женя? Это потому что он сам предложил, но да ладно. И я типа сказала, убери его, скажи ему, что он не может участвовать. Смотрим, сука, на скриншот. Мне пишет Игорь, привет, бог, ты можешь там делать? У них был срач с Колей. Я помню, что Коля еще что-то пиздел про приставку гей. У него она раньше была. Я не думаю, что он хотел задеть лично меня, но я, может быть, 18-летняя дамочка, на это тоже сагрилась. И как бы я, в принципе, такой человек, который будет отстаивать своих друзей, если еще не поняли. Я всегда топлю за своих друзей. Не в прямом смысле, а типа вперед. Многое очень я своим друзьям спускаюсь. Да, красным. Я опять по своим друзьям спускаюсь. Это последнее, что было слышно. Сейчас, подождите секундочку. Что за лимит вообще, знаете, это как в Думе, когда депутат выходит, короче, говорить речь, и у него там потом, когда заканчивается время на речь, такое, все, следующее, пи-пи-пи, типа, хватит, слишком долго говорили. Все? Да. Короче, у Игоря и у Коли тогда были какие-то терки, бля, я вообще даже не Коле в этот период своей жизни. Для меня настолько эта ситуация была незначительная, что я ее даже не запомнила. Как бы, Коль, прости, может, тебе это в очередной раз... Так, подожди, я опять залагала. Что-то... А ну, слушайте, дайте я чуть-чуть перезайду в дис сейчас. Давай, всех. Уходи. Ухожу. Чё за фигня? Дали... Так. Нет. Всё. Всё! Что? Никакого вам интима не будет без меня! Нет! И не мечтайте! Блин, да как ты слишком... Я знала, что может быть. Ну, короче, вот. У Коли был какой-то... Точнее, у Игоря был какой-то... Какие-то терки с Колей, я вообще не помню, что это было. И мне Игорь пишет, что типа, боже, что он там вообще делает? Я придумала идею. Я позвала сначала своих друзей, потом мы решили, что было бы классно, в принципе, всеми. Я вот это, знаете, из того разряда, когда я еще грезила о дружном комитете. Я очень хотела. И вот я, значит, всех приглашала, что-то там суетилась. Я пишу, значит, Жене, что на общей аве будет делать Николай Сенаторов. Мы как бы не в очень хороших отношениях. Сбоку... Нет, сбоку это нижнее. Не, ладно. И я пишу, значит, Игорю, что я без понятия, это без меня все решилось. Вообще. Женя пишет, прости, не знал, просто решил все собрать в кучу. Да ладно, пусть если согласится, будет... приятно, так сказать, сделаем. Если бы сразу знал, не звал. Там еще Женя спрашивал, почему я сразу не рассказала, что я против. Бля. Потому что меня никто не спрашивал. Как бы ладно. И вот дополнение к тому, что я отвечаю, не-не-не, Жень. Ты, может, не понимаешь, но ни я, ни Игорь, ни Арманиус не хотим, чтобы... А мы как бы все это затянем. Не, у нас с ним конфликт, можно сказать. То есть, вы понимаете? Я говорю, можно сказать. То есть, можно сказать. Это просто как бы не то, что мы там его злостно не видим, но на общей аватарке мы бы не... Вот. Я бы не очень хотела, чтобы он там был. Как вы видите, никакого... Блядь, я еще раз процитирую. Убери его, скажи ему, что он не может участвовать. Алла Мира, убери его, скажи ему, что он не может участвовать. Ну вот, типа, никакого этого не было. Я была более чем адекватна, и такая ситуация сложилась, очень приятно, я на самом деле понимаю. Я понимаю, что он не смог сказать дальше Коле, что, собственно, иди-ка ты нахуй, это было бы реально странно. Из-за этого вся их компашка, в общем-то, слилась, мы остались сами по себе. Да, эта ситуация была не очень красивая, не очень правильная, нам, наверное, стоило бы сказать, что да, попу стоит там день в сторонке. Но нет, мне было 18 лет, а горячая кровь, всех. Короче, мы додавили просто эту ситуацию. Все. У него, значит, впечатление. Какой-то негатив. Вы там, значит, про меня пиздите, что я там от кого-то отписываюсь, что меня вообще можно настроить против кого-то отписаться. Типа, что? Я, если защищаю своих друзей, то не потому, что они меня настраивают, а когда они меня настраивают, я... Что-то очень подозрительно. Короче, вот. Это первый момент. Что у нас там было дальше? Что за наш план капкан?
О, мне отдельно хочется сказать... Извини, Аламир, Игорь, ты спрашиваешь, кто такой Игорь? Игорь, это тоже есть такой летсплейщик, это Игорь Фридман. Да, мы очень хорошо общались, я не могу сказать, что мы... Тяжки, но мы реально очень хорошо. У меня, кстати, об Игоре осталось очень хорошее тоже мнение. Вместе, да, вместе. Мы не ругались, чтобы вы понимали. Мы просто в какой-то момент перестали общаться. Все. Как бы как есть, так есть. Теперь мне хочется реально сказать отдельно про Чарли, потому что она там сказала то, что меня реально зацепило. Вот. Она, значит, рассказала, как она меня терпела в личных сообщениях и как я ее вынудила добавить меня в друзья. А потом, значит, Сейчас я посмотрю, какой это вообще номер скриншота. Угу. Знаете, когда люди заходят на стримы и пишут, а вы знаете, за кого тут Джека Плей? Знаешь, чисто стена Симеров против Симеров, чисто батл Симеров, дом 2 по-симерски! К Жене нет вообще никаких... Ну, 3! Это реально было там решено, хер знает. Все, запускаем проект. Да. Подожди, по-моему, это, короче, четвертый скриншот. Открой, пожалуйста, четвертый скриншот. Четвертый скриншот, сцена. Да, восьмая. Угу. Сцена 8, видите, у нас акт 8. Подожди. Нет, подожди. Восьмая это с Фридманом. Ну, а там сколько скриншотов? 2. А где Чарли? А второй восьмой у тебя не подписан? У тебя 2 скриншота. Сейчас, подожди, я посмотрю. Нет, тебя она должна. Ну, может, я куда-то... Ну, да, вот как раз второй про Чарли. Да, все правильно. Окей. Вот. Вот, короче. Привет. Во-первых, она мне пишет. Не было никакого диалога у меня с ней до этого. Привет! Арманиус предложил с вами сделать совместный проект. За подробностями попросил обратиться к тебя. Соответственно, обращаюсь. Конечно, интересно узнать, о чем он и что требуется от меня, но сразу отмечу, что все зависит от многих факторов. Я даже не помню вообще, какой... Да, у меня болезнь, знаете, я совсем... Видимо, хочу сделать проект. И Арманиус, разумеется, не стал исключением. Я такая, душа, говорю, пожалуйста, идея. Я не помню, какого хуя там вообще затерлась Чарли. Вот честно, это было 16-й год, ребят. Вообще не помню. Ну, как бы ладно. Я ей, значит, отвечаю. Знаете, это как бы полю идеи для проекта. Без смс-регистрации, да. Вот я ей все объясняю, бла-бла-бла, потом перекидываю там ей сообщение Арманиуса, она пишет: спасибо, я подумаю. Ховочка. Скажи сразу, ничего не обещаю, бла-бла-бла. Болезнь, ничего, ну это Чарли. Я, честное слово, я изначально ни на Чарли не рассчитывала, я даже не начинала готовить этот проект, потому что это Чарли, она очень такая черепашечка, я бы так сказала, и, ну, я ни на чем, мне ничего не надо было. Вот честное слово. Дальше она мне пишет, потом она мне пишет, потом и я, понятное дело, что, чувствую какую-то ответственность, что мы ее все-таки туда как-то подтянули, и стоило бы как-то вообще проявить интерес. Здесь нет этих скриншотов, но они были в диалоге. То есть, понятно, тут не весь диалог. Я ей там говорила, выздоравливай, ля-ля-ля, как дела. И потом, видимо, я ей хотела что-то... А личка была закрыта. И, судя по пупсу, я пошла к Ханс. И она, значит, ко мне приходит и пишет: «Привет, Пупс передал, что ты не могла до меня дописаться». Хызы, если честно, почему? Это чисто личный секретарь у человека. Все добавляю тебя в друзья. Я напрашивалась, что есть силы, вынудила ее добавить в друзья. Я не исключаю того факта, что я, когда пыталась с ней связаться, так как обычно все симеры закрывают лички и дают доступ к сообщениям только друзьям, я могла кинуть запрос дружбы. Но, я не уговаривала никого его принять. Мне это вообще нахуй не нужно было. Потом она еще раз мне написала. Я помню, что 25 сентября я ей написала, она мне не ответила. И я такая: все, пожалуйста, никогда мне не отвечай. А потом в моей жизни случилась Ксения Летсплей. И я еще 3 раза перекрестилась на тему того, что слава богу, что все так удачно не сложилось. Я никогда не была заинтересована в общении с Чарли. Вообще. Вообще. И да, я удалила ее с друзей после этой ситуации, потому что, это пиздец, ребят. Вот для меня эта ситуация
Это пиздец, это беспрецедентный случай. Подожди, удалила после ситуации с письмом. С письмом, да. Ну, то есть я просто решила, mm-hmm. что я не хочу. А вот это вот то, что я ее выставила, бедная так страдала в общении со мной, что аж сама писала, ну как бы, ну извини. Подождите. Сиди, я сам открою. Я надеюсь, это было слышно. Mm-hmm. Ну, блин. Хочешь думать так, пожалуйста, может я и... Была. Все, с Чарли на этом вроде как покончено. Про мое пиратство. Боже, как же хамстер ликует и любит это. Жалко только, что Колька включает скриншот с моим ответом финальным на 40 секунд из 4 абзаца. И мне очень понравилось... Красный. Подождите. И мне очень понравилось. Сейчас, Соломер, подожди. Связь норм придет. Так, продолжай. И мне очень понравилось. Как он сказал, что он не нашел там... В общем, после того, как он мне сказал, что 28 символов в Твиттере, которые я написала, это просто, ну, как бы очевидно, да, что человек 4 абзаца не осилит. Он не найдет там смысл, но, знаете, я женщина не... Это все было в публичном доступе в группе «Немного Sims 4». Когда я всех дрючила за пиратки, разумеется, группу эту тоже прижали. И она написала пост Олесе. Главный администратор о том, что все, они это больше не поддерживают, что она не хочет лишаться группы из-за этого. Ля-ля, это понятно. Меня зацепило том только один комментарий. Сейчас я тебе скажу, какой номер скрина включить. Так, во-первых, это уже mm-hmm. 9-й пункт. Да, хорошо, 9-й сцена. 21-й, слушай, я думаю, что он будет первым. Mm-hmm. А, сейчас я увижу секунду. Да, посмотри. Как раз подпролагаешь немного. Вот. Короче, сам комментарий. Вы можете стопить, если что, это без проблем. Девочка пишет о том, что, типа, это очень странно, это всего лишь игра, интерес к ней может пропасть через несколько месяцев, и какой смысл тратить? Ля-ля-та-па-ля. Меня это закусило, потому что, блин, все, мне кажется, многие, 99%, кто играет в четверку, они до этого играли в тройку. Если возраст позволяет, они еще играли и в двойку. И говорить о том, что Sims — это недостойная игра, ну, блин, меня реально мыкнуло. Да, мой пример с едой и с одеждой не самый лучший. Это понятное дело. Я могла бы выжать из себя что-нибудь более, не знаю, крылатое. Но как бы я тогда писала, понятное дело, на эмоциях, как бы что же в голову пришло. Вот. Для особо тупых... которые считают, что я меняю постоянно мнение и прыгаю, значит, то я поддерживаю пиратов, то я не поддерживаю пиратов. Сука, я для вас выделила красный. Я с самого начала говорила, что, безусловно, это сугубо личное дело каждого. Вы, ну, это ладно, вы продолжайте мне зачем-то. Я говорила, что мое мнение насчет пиратства всегда было одним. Делайте, что хотите. Главное, не кичитесь этим, не говорите, что пиратить ок. Бля, знаете, мне было 12 лет, может и меньше, может 11, и я тоже пиратила. Хамстер, внимание, я пиратила. Я, правда, пиратила, я ходила в магазин и покупала диски. Мы все пиратили, все пиратили. И я тогда даже в душе вообще не подозревала, что есть какая-то лицензия. У меня до сих пор 4 дня. Так, грехи вам очень сильно замьютил Дудос. Да, очевидно, как... Все нормально? Да. Все очевидно, что, блин, у меня есть мозг. Я прекрасно понимаю, что ситуации в жизни бывают разные. Но нет возможности... Смотрим вниз, смотрим, как он сказал. Нет возможности и нет желания. Это полярно разные вещи. Я осознаю, я сама была в точно такой же ситуации. Не надо пытаться меня потянуть слова, если ты только проскроллить вверх не можешь и не можешь увидеть, что я там то же самое говорила, что я потом говорю в финальном скриншоте, который он даже зачитывать не стал. Сейчас красным. Даже зачитывать не стал. Вот. И включил на 40 секунд. Зачитывать даже не стал. Весь он такой, мне так неприятно. Блять, ну что поделать, Коль, если ты не в состоянии осилить, пролистать вверх, увидишь, что, собственно, я с самого начала говорила одно и то же, что это личное дело каждого, правда. Просто не нужно выставлять это нормой. Это не норма. Давайте это все признаем. Это уголовно. Тоже дело десятое. Я прекрасно понимаю детей,
или взрослых, у которых нет возможности покупать лицензию. Здравствуй, Ксюша, я тебе плюнула в лицо, когда я... Нет. Не плюнула, и никому не плюнула, и... Включается следующий скриншот. Ой, тут как раз просто красным выделено. Ситуации в жизни разные. И прям специально для даунов. Я написала комментарий не о том, какие пираты плохие, как я их не уважаю и презираю. Я вообще написала вопрос. Мне реально было просто вначале интересно. Типа, люди, которые говорят, что Sims недостоин, они что, вообще, ну, типа, в одежду, может, воруют? Блядь, сказали бы да, и все. Я бы даже не стала спорить с этим человеком. Да, еще раз, и еще раз. Пример с одеждой не самый лучший, а с едой и подавно. Что вы хотите? 2017 год. Сейчас почти 2020. Через несколько месяцев в этом комментарии будет 3 года. А я не думаю, что я... Они сказали, что, типа, если ты не можешь позволить себе Windows, значит, типа, не покупай компьютер. Это сейчас было очень странно. Да, они, значит, начали все убирать. Блядь, хам вообще сказал, что я бедных деточек обделяю. Ебать. Я настолько бедных деточек обделяю, что в каждом, сука, конкурсе в группе я всегда публикую свои там стройки, если я их публикую, я всегда даю их архивам. Я вхожу в положение, я прекрасно, блядь, понимаю, что ситуации в жизни реально бывают разные. Не у всех есть возможность вообще отдать там больше косаря на игру. Но просто не надо говорить, что Sims недостоин. Достоин. Уж база точно достойна своей... Алло, тут все фанаты Симса, в любом случае. Это отличная игра, ну, и да. Если бы людям не нравилось, в неё бы не играли. Да, конечно, я уверена в том, что реально завышена цена на Симс. Ну это, да, ну это же вы понимаете, что... С другими играми реально завышена. Но да, это точно. Равно, мне кажется, нужно... Да. Сколько лет она уже есть, сколько лет она развивается. Кому-то нравится, кому-то не нравится, у каждого свое мнение. Никто не поощряет пиратство. На самом деле, мы уже входим. Надо вылазить из этого уже жлобства. Нужно покупать лицензионные программы. Причем, знаете, в чем прикол? Как... Фильмы. Извини, что перебью. Когда они, значит, прям на стриме, когда кто они пришли, то они первое, о чем начали задирать, это на тему пиратства. Их это так удивило. Ну, типа, реально, СНГ-комьюнити, ну, не одно из. Но оно тоже дает просраться большинству игр. Я не говорю еще раз, блядь. Я не говорю, что пиратить. Это прям просто какие-то конченые люди. Ситуации в жизни... Я прекрасно это понимаю. Но просто, как я говорила в предыдущем скрине, нет возможности, нет желания. Это разные вещи. Не нужно оправдывать свое нежелание тем, что, ой, игра вам может перестать нравиться через несколько месяцев. У меня часов 70. Не, ну если ты несколько лет играешь... У меня эту... только лицензия уже больше 2000, это 100%. Хотя я вот полтора года не играла. Маленькие любители переврать. Вот я просто хуею с этого пиздобольства. Ну вот откровенно. Они же видели все мои комментарии выше. Но я надеюсь, что они умеют читать более одного предложения. Следовательно, они хотели выставить меня тварью. И специально все так преподнесли. Еще и включил, сука, на 40 секунд. Я реально тогда не стала ставить на паузу. Я в этот момент, кстати, в прошлый раз задала. Потому что мне было интересно дослушать, что они скажут. Я, в общем-то, знаю свой комментарий. И я не ставить на паузу. И красный. Да-да-да, подожди, повтори, пожалуйста, там, ну, тебя не фул замутило, но просто там непонятно, что ты сказала. Ну, короче, я не стала ставить на паузу. Да, потому что мне было интересно, что они скажут, и я не думаю, что кто-нибудь вообще поставит на паузу и будет вчитываться. Вот, ну, ей-ей-бог. А дальше. Мои многочисленные срачи и в центре Аламира. Ой, мне так понравилось, я говорила многим... Да. Аламира, везде срачи, все вокруг тебя, ты во всех срачах. Я говорю с многими людьми, но в пример приведу одну Юлю еще. Подожди, стой, сейчас, я хочу просто, чтобы это хорошо попало. Я говорю с многими людьми, но в пример приведу... Но в пример приведу одну Юлю. Бедная, несчастная, вообще. Юлиша, если что. Да, тут ни при чем. Да. А, по-моему, у меня тоже на эту тему есть какие-то скриншоты. Сейчас, у тебя в 10-й папке что-нибудь есть? Нет, в 10-й папке нет. Ну, видимо, короче, бля, я так посидела, вспоминала, я более 5 лет, 5,5 лет на Ютубе.
У меня было 4 срача. Знаете, не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что я срусь даже не раз в год. При этом ситуация с Рейн замялась очень быстро. У меня нет к Даше вообще никаких вопросов. А с Ксюшей мы срались в куарах. То, что там была эта компания с Санчезом, с Женей. Мне кажется, блядь, такой пройденный этап, что, ну все. И вот сейчас они. Бля, с кем я срусь? Почему я в каждых срачах? Если вы, блядь, уже видите меня везде и во всем, блядь, в каждом заговоре, если обязательно мира, то, как сказал он там, Женя, как, ой, Женя. Алмира, подожди, красный, если ты что-то говоришь, тебя не слышно. Ты просто так замолчала, и тут такая очень долгая затяжная пауза случилась. Все? Да, да, да. Короче, Коля сказал, если лично тебя задевают мои слова, это не мои проблемы. Он там еще нахуй послал. Ладно, я еще пока не буду слать. Так вот, если кого-то что-то не устраивает, и он в каждом вообще видит срач у меня, то это не мои проблемы, сука, прям вашими же словами. Дальше. Конференция Е3. На самом деле, как я уже говорила, мое знакомство с Колей как таковое началось именно там. Я правда не помнила тех ситуаций, пока вот не пошла и не освежила память. Оно началось там. Стрим был вообще замечательный, мы очень классно сидели. И у меня точно так же о Коле случилось, просто случилось. Охуенное мнение. Правда, он мне показался очень рассудительным, очень здравым парнем. Вообще, блядь, мне кажется, я в тот момент была готова даже начать общаться. Ну что-то меня, сука, уберегло, честное слово. А у тебя есть что-нибудь в 11? Нет, в 11 тоже нет. Нет, в 11 нет. Ну, короче, вот. Мы, значит, посидели, все было хорошо, разошлись. Самый прикол в том, что стримили анонс конференции, значит, Е3, стримили анонс питомцев. И так случилось, что в этот промежуток мне написал Андрей. Написал, типа, с вопросом о том вообще, какая у меня статистика по стримам. Где этот... У меня просто интересно, он в следующем... Андрей — это менеджер ЕА, если что, тоже надо уточнить. На тот момент, который отвечал... А, вот, 12-й, открывай, да. Угу. Открывай и включай. Они так всех убеждали в том... Подожди, Аламира. Аламира, подожди. Они так всех убеждали в том... Сейчас, подожди, отлагаешь. В том, что я лизала жопу. А сейчас, наверное, их мир просто... До этого у нас с Колей были вообще какие-то... Ой, Коли, блядь. Подожди, Аламир, если ты что-то говоришь. Что-то лага. Давайте, короче, я перезайду тоже опять. Давай. Чё за... Нет, нифига! Не сработает! Вы что думали? Кошка с дома, мышки в пляс. Ну, короче, вот. Я на самом деле в тот момент реально подумала, что они ранжируют ключи. И, в общем-то, как это всегда и было, смотрят на статистику. А, не, мы уже говорили, да, мы про ранний доступ. Да, уже было сказано. Да. Так, вот это вот... Надо смотреть внимательно стрим. Ты невнимательно вот эти вот. Внимательно смотри, как стрим. Я, значит, подумала о том, что это просто вот уже... И он сказал, нет, я пока занят, но потом могу объяснить и предложить. Я такая, ну, типа... Хорошо, жду. И он пишет мне о том, что вот хотел предложить мастер. Хотел предложить что? Подожди. Хотел предложить постримить от нас. Просто вот так. Прикиньте, никому жопу. Так, оказывается, тоже можно. Я пока же понимаю, что они все как бы меряют по себе. И, видимо, у них по-другому не получалось никогда в жизни, что они искренне считают, что я, значит, тоже такая вот мразина. Там один скриншот? Да. Вот. Ты, собственно, можешь включать основную заставку. Я надеюсь, правда, что теперь они успокоятся с этим. Я уже доказала, что... А, по-моему, следующий у нас... Так, вот подожди. Да. Следующий. Слушай, Ламира, ну перезайди тоже. Дискорд вообще что-то происходит? Я не могу понять, что.
Здравствуйте, а чего вы молчите? А мы не стали так шутить. Это ты, блин, зачинщица просто. Короче, по поводу практически интимных отношений, как там у них очень близкие отношения с комьюнити-менеджером. Тишина. Я прям вижу, Аламира, как ты говоришь, вот я сейчас обратила внимание, но, блин, звука нет. Что за фигня? Да, я что-то говорю. Все же, запусти от имени администратора Дискорд. Да, уходи. А как это? Уходи, запусти от имени администратора. Правая кнопка мыши. А, типа, выйти надолго, типа, и... Да, мы тут пошушукаемся. Ах вы... Я запомню, да. Давай, давай, ладно, будем молчать. Сейчас, Таня, подождите. Боже, как выйти из Дискорда? Просто закрой ее, в оверлей тоже закрой. Знаешь, Лиза, что-то напоминает, как выйти из Стима. Сейчас, подождите. Нет, просто у меня реально почему-то вот там, где часы, нету этого, ну, типа, выключить. Там, такая... там зеленый шарик такой должен быть. А вот оно что. Все, спасибо. Все, пока. Сейчас я перезапущусь, потому что это вообще лютая какая-то жесть. Что происходит? Что такое? Почему нам сегодня не дают нормально поговорить? Так. Боже, этот стрим, конечно, очень затянулся. Но надо было поговорить. Mm-hmm. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Ни хрена я ломалась. Всё, боже, чего я там теперь говорила? Опять меня перебили, вы посмотрите на них. Вообще никакой культуры. Кот красный, вообще просто. Кот красный. А, я вспомнила по поводу моих отношений с Андреем. На самом деле, нет там чего-то такого, что вот прям, значит, можно усраться. Блин. Ну, ребят, ну, кому, ну, вы серьезно? Мы вообще начали... Ну, я даже не могу сказать, что прям тесно общаться. Ну, хорошо общаться. Мы начали именно с вашего письма, как я уже сказала. Блядь. Спасибо. Я надеюсь, они там угадывают. Врач объединяет. Да. Так я тоже. Да, потому что... Я тоже не сфиксалась. Ну, понятное дело, что Андрей не заслуживал того, что на него полилось, что он там типа расист, не расист. Что вы понимали, человек до сих пор в компании, значит, как бы не расист. И уж тем более не гомофоб. Но они, короче, надавили такое, знаете, что в США самая трепетная тема. Вот, они это взяли, никак не пруфили, насколько я видела, по скриншотам даже тем же, что они отправляли. И как бы на этом все. Пизданули что-то там под забором и ушли. Все. На самом деле, про отношения с Андреем, все. Мы реально начали хорошо общаться, как-то там шутить. Знаете, снизился вот этот вот градус рабочих отношений. Реально. Так стало уж свободнее, как сегодня Андрей сказал. Поводок ослабили. Вот. И, бля, серьезно, спасибо. Чего ты там ржешь? Извините, я когда не выдержала душа поэта в чат, посмотри чуть-чуть повыше. А, я пока перезапущу стрим, эхо. Ну, посмотри, посмотри чат. Блин. Запутала реакция. Слопок. Все, 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 я перезапустила. Спокойствие, спокойствие. Ну, короче, спасибо большое Никсфану и Ко за то, что вы решили так поступить. Потому что это реально очень помогло нашим взаимоотношениям и с Ксюшей, и с Андреем. И Андрей не только со мной начал хорошо общаться, чтобы вы там не думали, что я такая избранная. Они, значит, еще, кстати, момент у них был. Я прям... Опять же, это найду, знаете, чтобы они потом не говорили, что я что-то перевираю, я просто повторю их слова. А по-моему, это, кстати, у нас в подпунктах было. Да. Что говорит Аламира ребятам, которые находятся в Дискорде? Чтобы вы понимали, я реально что нахожусь в сервере. Что делать там нечего. В Дискорде. О, смотрите, какой дрессированный знает. А они это преподнесли, типа... Я потеряла. Что за пиздец? Кто посмел потерять? 14-е, наверное, сейчас. Это же что-то включила? А, ну, да, нет, включаю, еще, нет, еще не включила, я сейчас проверю. Понятное дело, что они это сказали. Да-да-да, типа, 14-е. Вам там делать нечего, что я, блядь, так сказала. Я, сука, так сказала. Там, не... там скучно. Сейчас я даже найду. Подожди, 13-е. Я больше скажу, там пока сейчас Аламира ищет. У нас Аламира есть переписка, где я просил ее, mm-hmm. чтобы меня туда приняли в беседу в Дискорде, где Аламира пыталась договориться с Фростом, да, по-моему, для того, чтобы туда начали выпускать. А у меня есть скриншоты, на самом деле. Да, даже есть скриншоты есть. Короче, вот, что говорит ребятам Аламира, которые находятся...
вам там нечего делать. Там скучно. Пожалуйста, чатик. Это верхнее, это то, что я там... Это, наверное, надо было убрать. Ну ладно. Сейчас я это себе тут домотаю, чтобы это видеть. А то тут качество на стриме. Ну извините, подвиньтесь. Ужасно, конечно, да. Вот. Вы видите этот фрагмент ниже, начиная с Эльки. Кстати, я слышала, что есть какая-то официальная инфа, ля тополя, дискорде. Меня там нет. И я пишу, там ничего интересного никогда и не было. По-моему, ни слова про то, что вам там делать нечего, и ни слова про то, что там скучно. Там реально обсуждаются какие-то такие абсолютно тривиальные вещи, типа эмбарго спадает тогда, это тогда-то, это тогда-то, вот это вот это, вот это вот то. И знаете, в чем самый прикол? В том, что я ребятам пересылаю эти сообщения, когда они еще актуальны. Я просто сама редко захожу в Discord, и был вот момент, что я сидела прям караулила, я без проблем пересылала, это, блядь, было еще даже до этого стрима. Переслала спокойно все сообщения. Типа, вот, ребят, держу в курсе. Более того, меня, значит, выставляют какой-то твариной, которая, значит, решает вот это. Она, значит, задружилась с Андреем. И все, пиздец. Бедные симмеры не могут ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я всегда агитировала за то, чтобы добавлять новых симмеров. Я человек 7, наверное, привела. Стой! После человек 7 привела красный, красный. Я человек 7, наверное, привела. И знаешь, так на этой ноте и тишина такая. Ну и шепот. Привела их, короче, к сотрудничеству. Я не буду сейчас всех перечислять. Это вот просто верхние какие-то сообщения, которые я нашла. Про то, что я скидывала Андрею сообщение про Джулай, про Тамока. И как бы он мне говорил, да, спасибо еще. Я такая, типа, пожалуйста. Вся херня, я всегда за это... Блядь, да тогда же Викси. Она вообще очень забавная, потому что она никогда не чекает личные сообщения, всегда все пропускает. А я такая, Викси, пожалуйста, вот тебе, напиши уже. Они там, значит, Викси наконец-то добавили. На самом деле, Юля, та еще кулема, сама на самом деле всегда все пропускает. Так что не надо делать из меня какую-то тварину, которая там симмером палки в колеса вставляет. Реально. Я, по-моему... для симс-комьюнити нашего симмерского сделала больше, чем любой другой симмер. Я привожу других ребят. Я, значит, там где-то суетюсь, чтобы дослать им сообщение, хотя мне такой пизды дадут. Вот, честное слово. Я уверена, что вот эта шавочка, они обязательно нажалуются на то, что вот они сейчас это услышали. Благо... Вот я, правда, я только по этой причине не стала пруфить. Аламира, стой. Я только по этой причине стала пруфить. Да. Чтобы потом у меня не было проблем. То есть я как бы ребятам помогаю ценой своей жопы. Все? Не все? Что ты молчишь? Я просто не знаю порой, когда ты залагиваешь. Нет, когда ты залагиваешь, а когда нет, я уже за сегодняшний стрим, у меня уже, знаешь, какая кишка тут нажималась, потому что я так думаю, блин, ну чё, ну как, ну слышно, ну не слышно. Ачивка, код красный получен, да? Да. И включи, короче, следующий скриншот. Я не думаю, что даже тот же Коля сможет в английский язык, чтобы понять. Я не буду тут все дословно переводить, походу, хотела сказать. Ламира опять залагала код красный. Буду, внимание. Я писала почты ребят, это было летом. Сейчас я посмотрю, какого это. Я их затерла, Ламир, я их затерла, потому что это личные почты Рейн и так далее. Да-да-да. Они у них, кстати, все на каналах указаны. Ну, я на всякий случай затерла, ты знаешь, дураков хватает. То есть это было в середине июля. Вот, мне, понятное дело, что Сережа про это говорил, я такая, да, давай. Мы изначально очень долго ловили вообще просто в онлайне, мне было стрёмно написать, пока он не в онлайне, или пока у него стоит статус «не беспокоить». Я его вылавливала в Дискорде, выловила и... И что? Подожди. Выловила и... Ой, ебать, это когда у меня не было слышно. Короче, я его выловила и на тот момент написала почты всех активных симмеров. Тогда мне Лиза показалась неактивной, и ты. Ну, ты понятно, ты тут. Ну, я, да. Я еще без проблем допишу вашу почту. Да. Я даже указала... Вот прикиньте, какая я тварь вообще мерзкая, я даже указала почту Рейн. Кошмар вообще, как посмела. Вообще... Просто такие палки в колеса всем. Такое, сука, корыстное существо, что ну просто можно обосраться от того, какая я корыстная. Реально, блядь,
Я всегда готова была безвозмездно помогать любому из Sims Community. В чем могу, помогу. Так что нехуй... Я это только показываю, честно. Для того, чтобы они потом не говорили, что я, блядь, какая-то такая сякая нехорошая. Иди как бы в пешее эротическое по местам не столь отдаленным. Нечего мне тут говорить, какой я ужасный человек, что я вся такая корыстная. Вообще бы это не показывала, честное слово. Если бы вот не они. Угу. Не надоело мусолить, не переживай. Мы можем еще очень долго. Да. А, ну и, собственно, мне бы хотелось завершить все тем, что, во-первых, мы, разумеется, тоже никого ни к чему не призываем. Не надо там ему ничего писать, не надо отписываться. Я вообще, после того, как... Коля, да, в смысле, ну подожди, Аламир, тут надо сказать так, что смотреть может кто угодно. Типа, наш конфликт, это наш конфликт в любом случае. Это типа, ну. Ребята, ребята, погодите, я забыла про Твиттер. 13-й пункт Твиттера. Там даже моя вишенка на торте есть. Блин. Там моя фраза, моя любимая фраза про пососное чмо. Господи, Коля, не благодари. Ситуацию. Я разговариваю с человеком, у меня происходит с ним какие-то выяснения отношений, а он в процессе диалога говорит, ну я же не лицемерная, блядь. Я это, разумеется, сразу пропускаю мимо ушей, у меня там какие-то свои претензии, вся херня. Потом, как у всех, мне кажется, по крайней мере, адекватных людей, которые анализируют произошедшие события, я, значит, сижу, анализирую это диалог, вспоминаю это, но я же не пойду, блядь, писать к уже законченному диалогу, типа, а вот тут ты вот это еще сказал, вот это, вот за это мне еще поясни. Вот я баба, я написала это в Твиттер. Я написала это вечером. Ты можешь, кстати, включить скриншот с Твиттером. Это номер? 13-й пункт. Вот. Я, значит, написала это и спокойно ушла спать, потому что я знаю, что человек, которому я это адресовала, он публичный. Он читает меня в Твиттере, он поймет, что я о нем, потому что меньше суток назад мы ругались на эту тему. И как бы все. Наверное, мы потом договорим, он ко мне придет. Я, значит, с утра просыпаюсь и тихонечко охуеваю с того, что у меня в уведомлениях, блядь, какой-то высер Николая. Я, блядь, искренне недоумеваю, блядь, сука, при чем тут ты? Подожди. Это просто важно. Как я умудрилась попасть в тебя? Вы, собственно, можете видеть это. Подожди, Алавир, повтори, пожалуйста, просто пропала. Я стреляла по... Облакам. Угу. Как я попала в вас? Вот все. Вы можете это все находить, то есть в открытом доступе у него, он это еще. У меня я это точно никогда не удалю. Они, значит, когда вспоминают Твиттер, очень рофлят с того, что вот, блядь, я почему-то подумала, что он там где-то что-то высрал, и это обязательно про меня. Сука, у меня жизненный принцип. Я не хожу по соцсетям людей, которые мне не нравятся. Я не захожу к ним на канал, я не смотрю их видосики, я не захожу к ним в твиттерочек, я не захожу... У меня даже твиттера нет, ёпта. Я вся жизнь отстала. Не, ну у меня есть, но я даже не помню. Это очень высокое самомнение считать, что я пойду и буду человеком, с которым я не общаюсь. Да, бога ради. Типа, буду предъявлять что-то за лицемерие. Причем, блядь, мне стало интересно, я реально пошла и посмотрела, думаю, что ж я, блядь, как же я там попала просто не в бровь, а в самое кукуро. И, в принципе, его пост, я с ним там даже согласна, что у него были какие-то выяснения с терками насчет донатов, что ему там донатили, типа, вот это последний донат. Ребят, берегите себя и свои денежки, донатить таким образом не ок. И говорить, что вот я с последних денег тебе доначу, бля, мне кажется, любой... человек, который получает только донат, он типа призадумается. Это реально странно. Я, блядь, сука, даже была согласна с этим. Но Колька решил, что я пишу о нем. И начал мне за это предъявлять. Начал, значит, мне за аудиторию говорить. Это просто не из Википедии. Знаете, что самое смешное? 280 символов ограничений в Твиттере. Ебать, конечно, просто. Просто можно пиздануться. Ну такая, ну, простыня, ее вот, вот, честное слово, на трезвую голову, наверное, и не осилишь. Сейчас я себе открою тут. Аламира, знаешь, ты давно не стримила, у тебя просто вот, знаешь, вот эта эмоция, вот это желание с кем-то попиздеть, вот просто, вот энергия прям бурлит. И, короче, мне самое забавляет,
Что хамстер, который вообще, блядь, сбоку припёк, я реально не понимаю, чего ему больше всех этих миров надо. Что, Коля, они, значит, в Твиттере где-то меня прижали. Он, значит, на мои вопросы отвечал, а как только он мне задал какие-то вопросы, я, значит, такая сразу, типа, что тебе от меня надо? Вообще отъебись от меня. Вы видите какие-нибудь адекватные вопросы от него? Я вижу, нервненько. Этот вопрос я проигнорировала. Или... Серьезно, все еще апеллируешь этим фактом? Да я, блядь, вечно буду апеллировать этим фактом. Вы, во-первых, 2 года ждали, чтобы рассказать своей аудитории о том, что вы написали письмо. Вы, а потом, значит... ждали еще 3 года, чтобы обосрать меня и заявить, что, оказывается, да. Я только вчера об этом узнала, что, оказывается, я спиздила у Чарли персонажа. Ну, короче, очень такие. Блять. Внезапно оказалось. Называется, не смогли задавить письмом, не закрыли мне проект. Да. Надо, короче, придумать очередную гадость, вот лишь бы как-то примазаться. Вот не дает им покоя моя сестра. Господи, боже мой. Занимайтесь своими проектами, серьезно. Короче, это такой бред. Мы вроде как... Даже я не могу сказать, что мы знали отношения. Я им просто предъявила в лицо, сказала, что они крысы. Потому что, ну, я правда так думаю. Вы, блин... Ну, серьезно, Кристина пила с Ксюшей сидр в кафе. Ну, кто она после этого? Ни слова, ни полслова. Ни... Подожди, подожди, стой, красный. Ни слова, ни полслова? Ну, короче, не сказала лично. Да. Еще да. Я предложила поучаствовать. Так я через 2 недели только узнала. И она мне сказала, ой, ну, блин, ну я там не знала, ну что, я не думала, что тебя впишут. То есть она всячески сказала, вот так вот как-то это было. Я уже просто, понятное дело, что я уже прям дословно, идеально прям не вспомню. Ой, не думала, что тебя впишут. Да, по-любому знала, понятное дело. Короче, Коль, где ты меня там, где к стенке прижал? Ты, пожалуйста, мне, если что, маякни, чтобы я хотя бы подошла к этой стенке, чтобы там хотя бы как-то сделать вид, что ты не пиздобол. Потому что, ну реально, пиздят просто по каждому, сука. По каждому, сука, что? Ламир, подожди секундочку. По каждому, сука, чего? Факту. Ну что? Mm-hmm. Это, знаете, у Санчеса, мне кажется, уже триггерно. По факту! По факту! И вот у них, мне кажется, тоже будет теперь. Ну, то есть, ну реально, столько пиздеть. Ну, как бы, когда все находится в открытом доступе. Когда, ну вот, ручку протяни, извилиной пошевели. И, ну, все очевидно. Главное, у меня нет шансов на спасение. Я такая вообще пропащая. У них, вот мы, значит, поставили. Стримили, все было нормально, и он даже решил, что я нормальная. А потом какие-то действия, события, они, значит, вот испортили впечатление обо мне. Я, называется, постримила тогда в сообществе. Все, никаких контр у нас тогда не было, выяснения отношений не было, я ни с кем тогда не сралась, ничего подобного вообще не было. Так что они могут сколько угодно отрицать, что нет, это не зависть, это просто чисто по-человечески, блядь, чисто по-человечески... От вас ко мне, ну ничего не может быть. Мы никогда не пересекались, мы никогда не общались. Блять, ну, профаните, что я такая сука, супер-супер-супер сука корыстная. Ну, пожалуйста, какие вообще проблемы? Я посмотрю, какая сука корыстная. Может, я соглашусь. Я уже согласилась с тем, что я ЧСВ. Ну, как бы, а хули делать, если все говорят? Ну, как все. Ну, в смысле, я, кстати, по той же самой причине сказала, окей, я скандалистка. Считаете, что отстаивать что-то свое — это быть скандалисткой? Реагировать как-то на говно — это быть скандалисткой? Знаете, когда мне что-то пишут негативное в комментариях, почему я не имею полное право ответить точно так же негативно? В конце концов, я реально молчала, типа, вот, сколько, несколько лет я молчала. Я причем и Ксюше говорила, и всем остальным я говорю, поднимайте эту тему сразу, потому что вот они... Они еще долго будут мозги клять, они очень сильно в себя поверили после этой ситуации, решили, что они все такие правы. Да, когда я умолчала, они решили все, да. Они такие... Да, когда все промолчали, я сразу говорила, что, бля, бейте тревогу, потому что это не закончится никогда. Они будут каждый раз это трогать, и вот это Коля, ой, я устал. Расплачься, еще и видео на эту тему сними, ну вот серьезно. И главное, не забудь себе руковку одеть. Да просто если по каждой ситуации поднимать эти темы, просто канал превратится в какой-то... Да нет, на самом деле, вот, короче, что я хотела сказать. Столько повода, почему 3 часа стрим идет? Потому что... Накопилось, да? Да, столько всего накопилось. Что просто пиздануться. А они, значит, там порофлили того, что мы каждый раз зовем по любому поводу в Дискорд. Так вот, Коля, странно, что мне, во-первых, это...
Подожди. Странно, что это мне... Подожди, Аламир тебя целиком замьютила. Странно, что вот с этого момента. Про зовет в Дискорд. Да, что вот, типа, они рофлят с того, что мы каждый раз зовем в Дискорд. Так вот, дорогие мои, 30-летняя чита. Ну ладно, еще Коля, может, ты маленький, правильно? Может, мозги еще на место не встали, ну я не знаю. Ну, и ты правда создавал впечатление адекватного, нормального парня. Куда, блядь, все делось, я не представляю. Как будто бы я знакомилась на момент в конференции вообще с другим человеком. Мне странно, что мне приходится объяснять элементарные вещи. Все конфликты, все вопросы должны решаться лично. Поэтому странно, что тебя удивляют, что тебя сразу зовут в Дискорд. Потому что вы вот так подпёздываете там, значит, со своего заборчика. И потом нам приходится, блядь, как-то оправдываться, делать какие-то стримы. Реально, уже вы пошли давно в Дискорд и решили вообще... Да хоть на стриме на еще одном, вообще плевать. Мне просто хочется услышать ответ, и не перевернутый ответ. Типа, блядь, они там сейчас будут сидеть... Думать, так, как мы еще вот это все дело переврём? То есть мы реально все пруфанули. Ну, все мы пруфанули. И не так, что да, будут пруфы, да, будут пруфы всему свое время, блядь, и 3,5 пруфа, один из которых это пруф на то, что с Ксюшей была переписка. Ебать, Ксюша же всегда это отрицала. И ни разу не вставляла вообще это в свое видео. Угу. Я хочу поговорить в Дискорде. Пойдут они, не пойдут они, это уже личное дело их. Но судя по тому, что они ни с кем не пошли разговаривать на эту тему, это даже не то, что, блядь, отношения выяснять. И знаете, Коля потом сказал, ой, да вы можете быть сколько угодно в Дискорде милыми, я знаю, типа, какие вы твари в жизни. Кто тебе сказал, что с тобой будут милы? Ты, по-моему, не заслужил. Ну реально, столько пиздеть, столько изворачиваться, столько переворачивать факты, а потом говоришь, что это мы... факты. Может, он Наполеон? Чего вы молчите? Я просто... Слушаем твой монолог. А все, я уже все сказала. Да не бомбит у меня! Да не бомбит! Не бомбит! Самое забавное, что проходились больше всего по мне, а именно вот так вот. А самое конченое оказалось я. Вот, а, блядь, просто потому, что стримлю во сообществе. Вот не поверите. Единственная, сука, причина. Я пододвинусь. За мной не постоит. В развитых странах монополия запрещена. Так что желающие свистить. Все. Я как бы не такой человек, который... Я, наоборот, реально за то, чтобы другие симеры продвигались. Как-то все это было. Да, мы же не конкуренты. Мы не конкуренты. Мы коллеги. У нас одна аудитория, нам нечего делить. Один человек может смотреть всех абсолютно. Да. Строят какие-то кланы, армии и прочее, на друг друга настраивать, но это... Ну да, я тоже считаю, что это полнейший бред, что... Я вообще, да. Знаете, есть два варианта. Либо ты дружишь и общаешься нормально, либо просто сиди и занимайся своими проектами. Колупайся в своем. Да. Лично я сидела, я даже не была на этом канале. С хера ли вообще мне в это письмо добавили? Я же говорю, я вообще не знаю. То есть я до того, как написали это письмо, у меня вышла серия сестры, последняя в октябре. Письмо, получается, о письме я узнала в феврале. Но я после серии сестры толком даже не выпускала ничего. То есть у меня, да и в принципе до этой серии, то есть там уже было видно, что идет какая-то пассивность, какой-то спад, явно, что что-то у меня, короче, происходит, что-то случается. И, ну, то есть, блин, зачем просто это было делать? Мне кажется, что никаких поводов, кроме того, что у меня хайпанул проект, этого нет. То есть, хотя, что блин... Что из-за мутки с Дашей Рейн? Причем она вообще никаких... Вообще. Просто Даша занимается своими каналами. Я занимаюсь своим каналом. Все, серьезно, вообще никаких. У меня нет никаких плохих мыслей касательно этого человека, даже несмотря на то, что я вот реально всегда агрюсь за свой контент. Типа, пасть порву, моргал и выколю. Ну, как бы вы видите, человек адекватно отреагировал, и он получил на это адекватно. Все, я ее не... Правда, никакие фибры моей души не колышутся в этот момент. Все ровно, честно. Да. Ну что, Ксюша, давай заключение. О, господи. Заключение? Ну, не знаю. Спасибо тебе. Спасибо. Больше суток уже. Да, кстати, мы очень много не спали.
нас что-то так пробило, мы сегодня пиздели просто. Целый день. Просто промоно. Да. Реально. Охренеть. Алла, пора вставать, хватит спать. Тебе все это только снится. Так вот, лично я считаю, я уже говорила это в подкасте, я это могу легко повторить на стриме, что я отношусь к конфликту спокойно и к тому, что произошло, отношусь спокойно, то есть... О, еще, знаете, последнее, что хочу вообще сказать. Вообще, блин, сначала, не парюсь. Может, она сейчас удивится, но всегда в личных разговорах с Ксюшей я, сука, защищала Чарли. И чтобы, блядь, потом такое говно отхватить. Знаете, я еще никогда в жизни так не ошибалась. Ну ладно, я еще так ошибалась в дружном комьюнити, но сейчас у нас как бы вроде реально все хорошо. И вот вторая моя ошибка, блядь, это было защищать Чарли. Ебать. Боже, упаси, дайте мне машину времени, я вернусь. И скажу, Ксюша, ты была так права, так права. Глупая женщина тебя не слушала. Да, прости. И вот моя голова. Да ладно, господи. Я из этой ситуации рада, во-первых, тому, что все это говно вылезло наружу. То есть теперь, если у меня спросят, почему, я могу прямо... открыто сказать, почему, потому что, когда меня спрашивали, я, понятное дело, уходила от ответа, теперь все, в принципе, знают, почему. Конкретно к самой Чарли, понимаешь, Аламир, тут такое дело, что я с ней по факту, я даже с ней не разговаривала, то есть человек, он даже не шел со мной, то есть он имеет ко мне какие-то претензии, но даже не шел со мной на разговор. Мне кажется, это очень неплохо говорит о человеке, что она всегда делает что-то чужими руками. Вот, и да, понимаешь, просто, но человек и не остановил, получается, своего парня. Ну, это такой бред, вот это мой бы молодой человек пришел бы сейчас бы к Чарли, к Никсфану, такой, слышь ты, бля, козлина, слышь ты, там, не, дура. Меня сегодня мой спрашивал, что тут происходит, я такая, ничего, все хорошо. Отдыхай. Вот, это такой бред, зачем? Это человек, который вообще к этому никак не относится. И именно мое личное мнение о Чарли очень сильно подпортило общение хамстера со мной. Вот в такие вот моменты, потому что очень-очень много на меня вылилось говна, необоснованного говна. Конкретно от Чарли я не видела, но, извиняюсь, они живут вместе. Я сомневаюсь, что она об этом не знала. И, типа, как парня и девушку, так и мужа и жену, типа, всегда воспринимают вот как одно что-то. Особенно если, ну, они вот вертятся в одном. Вот. Так, к чему я все это, собственно, говорила? К тому, что я рада, что вот можно теперь говорить на некоторые темы открыто. Что выплыла вся эта ситуация с письмом. Что теперь, как бы... все точки над «и» вроде как расставлены. Да. Я очень рада, что в этой ситуации, да, мы помирились вот с Аламирой. То есть, большое спасибо. Да, ситуация реально уже года назад была. Да. То есть, да, на самом деле она была уже... скоро вот будет 2 года как. Просто из-за того, что не выходили видосы на канале, не было стримов, понятное дело, что вы не знали о том... На другом канале? Да, на другом канале были, да, что мы с Аламирой как бы помирились. Причем, кстати, и ты, и Рита, ну, которая Мэкси, вы даже засветились у меня в одной из нарезок по ДБД последних, там, где этот... У меня есть дед, я сейчас встану. Нет, я не встану. Нет, я сейчас встану, точно, да, точно встану. Да ты же определись, стоишь ты или нет? Вот. Короче... я рада тому, что вот это вот так вот произошло. Ну да. Вследствие чего, знаешь, некоторые такие вот события сделали меня сильнее в любом случае. То есть, что с нами не происходит, делает нас сильнее, закаляет какие-то моменты. И я очень надеюсь, что все участники конфликта сделают выводы. Угу. Спасибо, я что... я хочу реально поговорить лично и перестать вот... друг друга через забор какашку кидаются. Ну, а там уже как решат они. Угу. Понимаете, я человек подневольный. Угу. Это называется «Спасибо, что посмотрели симерское шоу «Пусть попиздят». Да, попиздим ФМ. Любите себя и своих близких. Да. Вот, как бы... Ходим. Да. Вырубайте титры, мы пошли. Я не знаю, что еще добавить.
Ну тоже. Да, я все уже тоже, в принципе, сказала. Да. И вообще, в конце концов, во всех фэндомах есть срач. Почему везде есть срач, а у нас его публично нет? Ну вот, под сериалы, там, попкорн, да, жрать? Зачем это сериалы? Зачем выпускать вообще серии? Нет, скоро мы перестанем быть семерами, как пошутила Ламира, подкастеры, во! Оля уже основал 2 подкаста подряд без серии. Подкастер официально. Все, всеми расходить. Зачем? Если можно просто устроить ток-шоу, пусть попиздят. Вот. Не, попиздим FM. Слушай, мне попиздим FM. Хочу зарезервировать так. Устроим собственное онлайн-радио. Ладно, все, ребят, большое спасибо всем, кто пришли, кто выслушал нас, почитал, посмотрел. Поддержал. Да. Угу. Расставили все на свои места. Да, пойдем мы с Ламирой спать, потому что. Прямо вместе, да? Да, спасибо большое. Блин, Ламира, нет, я, кстати, накануне этой всей дичи, я Ламире говорю, нам надо постримить. Она мне такая, ну что, говорит, каз будем стримить? Я говорю, ну вот каз вроде надоел, говорю, ну я же строить не умею. Просто, господи, изи. Почему бы не постримить? Не знаю, кого смотреть, неизвестно. Ребят, контент. Если вас... Ну, бля, я не думаю, что контент Коли такой похож, что его нужно переставать смотреть. Не выбирайте! Наши личные разборки — это наши личные разборки. Расслабьтесь. Мы выносим это на общественность только по причине того, что вчера нас представили вообще в таком гадком свете. Это настолько далеко от правды, что как бы мы не могли промолчать. Все. Смотрите всех. Не любим, не обнимаем. Ладно, все, всем спасибо, да, кто поприсутствовал. Надеемся на вашу адекватность и что-нибудь каких-то, блин, срачей и прочей всякой дичи по факту-то. Я вообще всегда за адекватность и всегда за разговор. Я считаю, что если человек может адекватно общаться, он найдет общий язык с любым. Главное, чтобы было желание у обеих сторон. Все. Всем пока-пока. Да, всем пока.